Пролог. Не недооценивайте пьяную женщину. Сюрикены были подкручены так лихо, что Мицуки не засек их зрением. Лишь почувствовал рассекаемый воздух. Два отбил кунаем, от а третьего вернулся. Крутанулся волчком на месте, сканируя окрестности. Третий сюрикен мог ударить в другой, незримый, и тот изменил бы траекторию и ранил Мицуки. От сарады такое можно ожидать. Пронесло. Сарада налетела слева, он пытался ударить ее ногой, добился только того, что противница отшатнулась. Этого замешательства хватило, чтобы Митсуки отпрыгнула спиной и вперед съехал по склону. В битве нельзя отворачиваться от учха. И смотреть в глаза ей тоже нельзя. Он взмахнул рукавами, материализуя теневых змей. Те понеслись к сараде, но она ловко выхватила куная. Где-то почти не двигалась, где-то резала с двух рук так быстро, что движения смазывались. Перерубленные змеи исчезали с хлопками воздуха. Ни одна не достигла цели. Легендарный Шаринган ловил траекторию их движений быстрее. Мицуки выпустил еще парочку змей для отвода глаз, сконцентрировал чакру в ступнях и подпрыгнул на добрый десяток метров. Оказался выше чуть позади Сарады. Модифицировал руку, выбрасывая ее к противнице, чтобы поймать в захват. И почувствовал резкую боль. Сарада вонзил в его ладонь куны. Мицуки, уже почти падая на соперницу, выпростал из рукава вторую руку, сцапал в петлю. Сарада ударила его в живот коленом, вышибая воздух из легких, боднула по лбу так, что в ушах зазвенело. Они кубарем покатились вниз по склону, сминая желтые одуванчики. Похожие на крошечные солнышки, задорно подмигивающие из травы. Сарада что-то кричала из-за гула в ушах не разобрать. Извернулась в захвате, гибкая, сильная и неудержимая, как Микадзуки, которого тоже невозможно стрянушить. Освободила руки. Придавила мицуки лопатками к земле, крича в лицо, на этот раз слышно «Стоп!». мицуки щелкнул пальцами, давая знак змея. Уже настоящий. Та вылетела из запаха кимоно, разверзла пасть перед носом Сарады, отчаянно шипя. Капюшон бы раздула, если бы умела. И вдруг затихла. Закрыла пасть высунула раздвоенный язык, попробовала воздух и предательски переползла на шею Сарады, приластилась, сворачиваясь подобно ожерелью. Узнала свою перебещица. Сарада сощурилась и повела плечом. Хихикнула от щекотки в миг стала серьезной. Посильнее вдавила Мицуки в траву и произнесла, тщательно выделяя каждый звук «Стоп!» «Я кому говорю, стоп!» Спаринг без стихий, до первой крови. Ты ранен. Мицуки приподнял уголки губ дежурной улыбки, Прошу прощения. Вследствие ушиба звенело в ушах, слышал плохо. Разве я ранен? Сарада отпустила его, уселась рядом на колени. Вся перепачканная в пыльце одуванчиков. Протянула два пальца для печати примирения. Он, конечно, ответил. Да вы пострадавшую руку, перевяжу. И как, в ушах не звенит? Нет. Мицуки приподнялся, прокрутил в голове завершившийся спарринг. Признал правоту Сарады, она в самом деле задела его кунаем. Протянул правую руку. От царапины на ладони остался лишь розовый рубец. И пятнышко крови, почти невидимой на рукаве черной кофты, которую Чачу назвала странным словом Лонгслив. Мощной регенерации, заметила Сарада. Ты ведь ее контролируешь, верно? Можешь вызвать принудительно? Мицуки склонил голову, подумал и кивнул а заставить эти процессы протекать в организмах других людей. Не экспериментировал. Хм. Я все прикидываю, есть ли у тебя задатки к Мецуки Мицуки внимательно разглядывал ее лицо, улавливая малейшие сокращения мышц. Губы поджаты. Недовольство. Взгляд направлен вниз и в сторону. Неуверенность. Складка между бровями, причем горизонтальная, а не вертикальная. Размышление. Он сопоставил причины и следственные связи и события недавней миссии в стране воды. А когда он приходил к неким выводам, молчать уже не мог. Смею предположить, что тебя терзает чувство вины за погибшего Кагуру, вследствие несработавших медицинских техник, твоей и Иваби. Мои выводы подкрепляются тем, что в одиночку ты не рискнула провести реанимацию Хейберчева. Но не побоялась набить руку на пирате, чье имя мы не удосужились выяснить. У тебя психологический блок на применении медицинских техник. Но Иренин весьма выгодная составляющая команды, и потому ты просчитываешь варианты делегирования этих полномочий мне. Наблюдения подкрепляются тем фактом, что ты демонстрировала своей родительнице уровень моего контроля чакры на опыте с кофе и молоком, Мицуки. Перебила Сарада. Хотела посмотреть строго, по на шее опять пошевелилась, меняя положение, и Сарада захихикала. Серьезность момента была упущена. Ни у одной меня за знаешь ли. Ты тоже в облаках витаешь. Обычно ты не словил бы и так тупо. Ты достойный противник. Это из-за Барута. Мицуки прикусил язык. А что Барута? Нормально с ним дело обстояли, если не считать распаковку мамошки Асуцуки и недавнее а логичное желание пожертвовать собой, чтобы что-то доказать Икаде. В итоге план Барута сработал, но загвоздка заключалась в том, что плана никакого и не было. И что именно Барута доказал, мицуки так и не понял. Сарада, судя по тому, что третья Томаеву узоре Шарингана не появилась, разобралась лучше. Но что мицуки точно осознавал, так это то, что для него слова Барута стали законом. Раньше он мог прислушаться, а мог и нарушить, но в последнее время подчинялся беспрекословно. Барут не явился на первую официальную миссию в ранга. И Мицуки не явился. Барута приказал отпустить его на смерть, и Мицуки отпустил. Барута приказал не мстить за него, и Мицуки не мстил. Но это неправильно. Догмы Барута могли привести к трагедии, не подлежащей исправлению к смерти. это следовало пересмотреть. Но нельзя сказать, что данные обстоятельства нарушали эмоциональную стабильность Мицуки. Изучать Солнце и его окружение по-прежнему доставляло радость. Сегодняшний поединок в Сарадой тоже не выбивал из равновесия, это дело привычное. Погода не доставляла хлопот, температура воздуха оптимальна, доза ультрафиолета умеренная. Отстирывать одежду от одуванчиков не хотелось, но это неизбежные издержки любого боя. «Ты скучаешь по Барута?» — припечатал Сарада с видом всезнайки. «Скучать Мицуки тоже некогда», Утро он потратил на отлов явившегося блудного кота, запихивание его в переноску и отвод в ветеринарную клинику на плановую вакцинацию. Обеденное время ушло на приготовление на Б. На Б традиционная японская похлебка. Потянула попробовать, так ли это вкусно, как нахваливали в кулинарной программе. Вчера Чачо притащила планшет в бургерную и приставала ко всем с новым шоу, которое вел очередной представитель мужского пола условно-привлекательной наружности. После обеда они отправились с Сарадой на полигон. Где здесь предаваться скуке? А ты скучаешь? Попытался разобраться Мицуки. Я? Сарада поспешно фыркнула. Да я рада, что он под ногами не мешается, без него спокойнее. Не переживай, поездка всего на пару дней, он уже завтра вернется. Лучше порадуйся за него, наконец-то проведет выходные с семьей. Интересно. Хемавари честно выиграла эту путевку в лотере или подсмотрела Биякуганом. Мицуки снова выдал улыбку. Понятие семьи было ему знакомо. Это сообщество людей, связанных кровными или договорными узами. Наруто, Хинута, Барута и Химовари были не просто связаны, а очень похожи. Даже Наруто и Хинута, хотя их узы не кровные, а договорные, что целесообразны для разнообразия генов и получения здорового потомства. И все равно, у Наруто и Хинуты порой одинаковые реакции. Схожие повадки. Манера держать чашку. Интонация по обращению к детям. Когда два человеческих существа проживают бок о бок, происходит неосознанное копирование друг друга. Это отличительная способность всех приматов умнее подражать. Но кваке. Он не относился к Узумуке. Он не был похож ни на кого из них. По всем признакам рассматриваемой ячейка индивида в видах Homo sapiens не должна воспринимать его как составную часть. И все равно к поехал в Он Онсен, онсен гостиница на горячих источниках. С ними. Почему? Потому что ел Сузумаки за одним столом? Мицуки тоже с ними обедал. И Сарада. Но их почему-то не взяли. В чем принципиальная разница? Ты мне давай, не кисни. Пригрозила Сарада сняла с себя змею и повесила на шее Мицуки. Надумаешь сейчас какой-нибудь ерунды. Давай еще заход. И соберись. Солнце упало за крыши домов, и наконец-то по улицам разлилась вечерняя прохлада. Небо заволакивали кудрявые тучи. Дни стояли жаркие, а по ночам шли кратковременные ливни. Сегодняшний вряд ли будет исключением. Мицуки привыкший все-таки запирать входную дверь, повернул ключи в замочной скважине, затем присел на корточки и приоткрыл створку на поладоне. И вовремя поймал попытавшегося улизнуть на свободу кота. «Тебе запретили гулять», — назидательно сказал он, подражая интонациям Сарады. Ибо такие ее интонации всегда срабатывали. Посидишь дома двое суток, а то могут вскрыться побочные действия от прививки. Микадзуки жалобно мяукнул. Мицуки зажал кота под мышкой, просочился в полуоткрытую дверь и запер ее за собой. Его съемная квартира раньше служила образцом чистоты и порядка. Чистоты потому что Мицуки в свое время объяснили важность влажной уборки. Порядка потому что за ней вещей вещи бардак разводить было не из чего. Теперь вездесущая энтропия нашла лазейку и в его жилье. Возможно, кому-то квартира Мицуки показалась бы по-прежнему пустой, но сам хозяин считал происходящее захламлением. По углам базировались как теточка, маячки и прочие предметы из набора начинающего кошатника. Фотографии на тумбочке уже не умещались, некоторые перекочевали на стену. И вереница знакомых в чем-то, наверное, дорогих лиц Барута терялся, уже не был главной звездой планетарной системы, а стал одним из многих. Появились карты поединок Шиноби и даже расплодились с пугающей Мицуки скоростью. В коридоре еще год назад образовалась стопка книг на полу. После заселения Микадзуки акта вандализма в виде жевания корешков, в коридоре была прибита полка, куда несчастные пострадавшие перекочевали. Потом добавилась еще одна. Потом целая система из трех разных с закругленными углами, и Наджин просветил, что это стильно, он же помог выбрать. На подоконнике обосновался кактус. Даже два кактуса. Нет, три. Шикадай ворчал, что дома дяди на подарки ставить некуда. Кстати, один из кактусов валялся на полу, и чистоту помещения портили теперь коми из земли. Хорошо, что пластиковый горшок не разбился. Микадзуки только и вздохнул мицуки Лучше бы он в свое время щенка подобрал. Щенок бы на подоконник не запрыгнул. Но опять же, учитывая психологию кошачьих, бессмысленно ругать питомца по прошествии времени после совершения преступления. Причиной следственная связь не установится. Из этих соображений Мицуке отругал Барута сразу же, как только тот явился живым невредимым после своего жертвенного прыжка в море. Чтобы он четко понял, где провинился. Едва ли не носом тыкал в его же оплошность. Но Барута лишь улыбался и говорил, «Прости». «Значит, опять нашкодит». Мицуки молча убрался, поправил как-то в горшке. Забросил кимоно в корзину для белья, накинул юката, Юката легкая домашняя кимоно без подкладки. Такого же цвета. Потом отправился на кухню разогреть оставшиеся от обеда на Б. Микадзуки в прихожей жалобно подмюкивал. В холодильнике теперь водились не только бифидобактерии гормональные, требующие хранения при температуре не выше 20 градусов. Там разместились продукты питания. Идеально разложенные, словно по линейке, но Мицуки подозревал, что скоро сюда просочится энтропия. Она в последнее время отвоевывала себе все больше территории, и в душе Мицуки тоже. Когда он учился в академии, или, скорее, делал вид, что учился, материал он и так знал, а на уроках наблюдал за объектом номер один Барута Узумаки. Так вот тогда все было ясно. А сейчас случилось много всего, что путало мысли. Раньше он со стопроцентной уверенностью утверждал, что изничтожит любого, кто посмеет причинить вред Барута. Сейчас внутри Барута монстр, и может случиться так, что друг убьет себя ради спасения окружающих от этого монстра. И что прикажете в таком случае делать Мицуке? Раньше он бросил бы все ресурсы, чтобы помочь попавшему в беду солнцу. Сейчас, когда Сарада кинулась вон из госпиталя, лишь бы поддержать Барута, Мицуки по логике должен был не препятствовать даже транспортировать ее до места назначения, а по факту сердце почему-то выдало тахикардию, и он кинулся останавливать Сараду, повторять, что она ранена и ей нельзя, пока она рвалась из его рук, а после повисла обессиленная. И ведь он тогда тоже не помчался на подмогу Барута, а выбрал защитить Сараду. Может, потому что в тот миг она оказалась ближе? Но если бы ближе оказался Каваки, его бы Мицуки выручать не стал. Опять этот квыки. Выскочка, который за непонятные заслуги был принят в семью. Добился того, чего они с Сарадой не добились за два года. Мир устроен несправедливо. Микадзуки уже не пищал жалобного выхода, он истошно орал. Любая запертая дверь воспринималась им как вызов. Зря старается. Мицуки насыпал в миску его любимого корма, но кот не пришел. Гордый. И значит, не голодный. Под агетой на Бена пробу оказалось не хуже свежесваренного. За окном окончательно стемнело, впрочем, Мицуки все равно мог разглядеть людей, которые возвращались домой после рабочего дня. Инфракрасную часть спектра он видел смутно, куда хуже, чем змея, и все же регистрировал прохожих, как белесые силуэты в ночи. При свете дня от теплых объектов он замечал сияние, которое делало их несколько размытыми как сверкала сегодня на послеобеденной тренировке кожа Сарады. Микадзуки, судя по грохоту, бросился на ручку двери. Хорошо, обшивка металлическая, царапина остаться не должно. В теории. Кот на теории мог и наплевать. Будь тут Барута, непременно бы предположил, что у Микадзуки с видонка срывается или он соседским котам стрелку забил. Все равно не выпущу, спокойно объявил ему Мицуки. Бесившийся кот его не нервировал. Отсутствующие кавыки очень даже. Словно какая-то мысль заела и крутилась по кругу, как завершая программа. Год назад Мицуки решил бы спросить у родителей. Сейчас он предпочитал делать свои выводы. На плече возникло ощущение движения и тяжести змеиного тела. Его напарница явилась из складок под пространство. Перемещалась своими змеиными тропами, где хотела, но когда надо, материализовалась в тенях рукавов Мицуки. Верный инструмент отпрыск пещер С недавних пор у нее даже появилась имя Хира. Почему-то однажды показалось неправильным, что у кота имя есть, а у змея, что прожила с хозяином намного дольше нет. Но пока что звать ее Хира было странно, все равно что именовать собственную руку или куной. Хотя у родителей есть кусанаги, но кусанаги совершенно особенно клинок, отчасти даже живой. Нет, прошелестел змеи Мицуки. Я не буду разговаривать с родителем, Хир все равно устроилась у него на плече, застыла, глядя немигающе, гипнотически. Зашипел тонко тонко, с присвистом. Чуи чакру уловила. Ворох ее ощущений обрушился на Митсуке. Он уже привык к тому, как разворачивалось обостренное сознание. Ямочки около змеиных глаз давали четкую тепловую картину мира. Звуки окрашивались иными красками. Запахи путали и дразнили. Осталось высунуть кончик языка и распробовать оседающий вкус чакры. Знакомый. Неожиданный. Что привело их в Канаху. Решили навестить, поддавшись магии семейных уз. Вот уж нет. Мицуки пригладил чешуйки на голове Хиро и надавил на нее, безмолвно приказывая спрятаться под одеждой. Включил свет, хотя темнота нравилась ему больше. Забралась прихожую, обрадовавшегося было при его появлении Микадзуки и запер в туалете. Сейчас опять начнутся лор и царапани. Пусть не возмущается, ужинать он не захотел, лоток рядом, в туалете в углу. Что еще для счастья надо? Мицуки открыл входную дверь и остановился на пороге. Повеяло свежестью, температура всегда падает перед дождем. Хера все же выставила голову из рукава. Любопытничала. Она воспринимала их слугам чакру как нечто идентичное, и это всегда сбивало ее с толку. Вскоре гость показался на открытой галерее. Таков же, каким Мицуки его видел в последний раз. Неимоверно похож на него самого, и все-таки другой. Лицо, как всегда, каменное, ни единый мускул не дрогнет, выдавая эмоции хозяина. Мицуки тоже хотел научиться этому искусству. Свою мимику он зачастую обуздать не мог. На плече лок нес висевший кулем Карен. Наверное, такое положение они приняли на лестнице, ведь с несколькими минутами ранее, когда мицуки уловил их чакры, Карин двигалась самостоятельно, хоть и слишком близко к Логу. Возможно, держась за его плечо. Лог молча подошел к двери, уверенно кивнул. мицуки в ответ кивнула растерянно. Попробовал собраться, как Лог, но мышцы лица опять расплылись в подобии недоулыбки. «Будет ли вежливым сказать «Тадайма»?» «Тадайма «Я дома», традиционная фраза вернувшихся домой вопросительный знак, равнодушно спросил Лок. Скорее, нелепым, честно ответил Мицуки. Повел носом. Ярко пахло духами кариной продуктами разложения телового спирта. Конохамару Синси называл этот запах перегаром. Так как подобный термин звучал короче, Мицуки взял его на вооружение. В любом случае я вхожу. Вы входите, полагаю, уточнил Мицуки, бесшумно, по-змеиному, перетек в сторону, освобождая проем это не считается. Лок двинул плечом, на котором покоилась Карен. Доставка на дом. Я не заказывал, опять максимально честно выдал Мицуки. Если я оставлю ее за дверью без присмотра, она может проснуться и поступить иррационально. По этой причине, если ты против нахождения Карен на твоей территории, я останусь здесь с ней. Проходите, Мицуки кивнул вглубь квартиры. С моей стороны имело место быть неудачной попыткой юмора. Приношу извинения. Входную дверь заперли, гости уложили на единственную кровать. Лок повесил в шкаф темный дорожный плащ, потом снял с плеча спящий Карин сумку, разместил на тумбочке, аккуратно подвинув фотографии. Задержался на одной, где красовался он сам, застывший по стойке смирно, на переднем плане довольно щурящейся семицуки, а поудаль родитель, сидевший в полоборота компьютера и поглядывающий с нисходительной улыбкой. Сугицу тогда врал, что фотографирует одного Мицуки, но в объектив специально ловил всех. Лук, наконец, поставил фотографию обратно. Понравилось? Шепнул Мицуки. Сугицу тебе такую не распечатал? Не возникло необходимости. Если хочешь, можешь забрать. Когда в следующий раз буду вот, мы еще сделаем, да. Приятно ведь таким образом запечатывать воспоминания. Лук не ответил из туалета выпустили в конец озверевшего Микадзуки, который, игнорируя гостей, протопал на кухню, демонстративно громко похрустел кормом, а после сиганул на стол, куда ему вообще-то прыгать запрещалось, а оттуда на шкафчик. Засел там, сверкая глазищами. Обиделся. У меня осталось на «Б», хотя и не к сезону, известил Мицуки. Зато его принято есть вместе с дорогими людьми. Поужинаешь. Уровень питательных веществ удовлетворительный, ответил из комнаты Лок. Полагаю, из-за применения ниндзюцу для успокоения веренным Никарин уровень глюкозы в крови упал. Не отказался бы его восполнить. Принял, кивнул Мицуки. Прошу на кухню. Чай с сахаром и таяки. Таяки печенье в виде рыбок с начинкой. С заварным кремом. Приобрел сегодня за компанию Сара -да Учиха. За компанию. Зацепился за слово Лок. Это такой феномен, Мицуки призадумался, когда вдвоем деньги тратятся легче и быстрее. Нецелесообразно сделал вывод Лок. Пожалуй, из положительных моментов отмечу возрастание концентрации серотонина. Серотонин – гормон радости в организме. Тогда расход денег за компанию, допустим, на полном серьезе, сказал Лок. Спасибо за разрешение, также серьезно ответил Мицуки ополоснул кипятком кружку, засыпал ложку мочи. Мочи зеленый порошкообразный чай. Залил горячей водой, взбил венчиком до образования тонкой пены. Жалкое подобие чайной церемонии. И глупое подражание родителю, у того получалось не в пример лучше. Одернула рукава, с поклоном передал логу готовый напиток. Портила впечатление змея, повисшая на запястье и грозившаяся сверзиться прямо на стол. Иногда от его филиала зоопарка в отдельно взятой квартире одни проблемы. Лок сидел с абсолютно прямой спиной, держал веселую кружку с вытаращившимся котиком и подписью «Пылесос ушел». Подарок на день рождения отцумири, словно церемониальную глиняную чашку, при этом рукава его кимоно свешивались идеально ровно и симметрично. Мицуки устроился напротив, пододвинул сахарницу, раскрыл пошире фирменный бумажный пакет стояки. Знакомые бы никогда не поверили, что он может чувствовать себя неловко, но с Логом так и обстояло. Нажитые навыки коммуникации летели в небытие. Мысли путались, и молчание тяготило, как нечто свербящее в горле, мешавшее дышать полной грудью. Раньше Митсуке видел Лога исключительно рядом с родителем, словно его тень. И общаться с ним через родителей не составляло труда. С Сугицу было весело, тот самый серотонин ощущался почти физически с Джува и Карин не настолько, но терпимо, возможно потому, что их не связывали и пресловутые кровные узы, а с чужими не обязательно разговаривать. А слугам узы не просто существовали, генетически они с Мицуки являлись одним и тем же человеком. Словно братья-близнецы, хоть и разного возраста. Следовательно, по законам построения социума, они обязаны души друг в друге нечать. А обязательства, не подкрепленные исполнением, всегда тяготят. Мицуки хотел бы общаться с Логом так же легко, как и с Барута. Но натыкался на невидимую стену. Дистанцировался ли от него сам Лог? Кажется, нет. Взять хотя бы тот случай, когда он стал для Мицуки донором селезенки, почки и печени, которые сожгло режимом мудреца. О чем ты такая жертвенность должна свидетельствовать? Хотя Лог вряд ли серьезно рисковал, ему потом тоже сделали пересадку выращенных органов. Мицуки тогда следовало подробнее прояснить этот вопрос, а не рваться в бой. Где он еще и руку потерял, и за закрытыми дверями заработал выговор от родителей, что нельзя так разбрасываться частями драгоценного тела. Благо, рука восстановилась силами собственной регенерации. Микадзуки громко спрыгнул с шкафчика и гордо удалился в комнату. А Мицуки смекнул, что уже несколько минут неотрывно смотрит на лога. А тот на него. Не мигающе, глаза в глаза, зеркально отражая друг друга. Можно поинтересоваться, что вас привело в канаху. Прячая неловкость, Мицуки улыбнулся и в мыслях цыкнул на себя. Лок не остальные люди, улыбки его не проведут. Поиски ночлега. А могу я запросить более развернутую предысторию? Впрочем, если у меня не тот уровень доступа. Карин выполняла задание на развалинах стран водоворота. Мицуки знал историю, Архипелаг, на котором раскинулась страна водоворота, почти полностью ушел под воду вследствие сильных землетрясений, а соседи воспользовались этим и разорили все, что осталось. Немногие выжившие узумаки и прочие жители, не имевшие отношения к правящей династии, рассеялись по всему континенту. На побережье сейчас часто встречаются такие фамилии, как Узуне, Узуки, Узушану. Так сложилось, что Мицуки повезло лично знать нескольких узумаки. Недавно прибрежная коса главного острова показалась над водой, продолжал Лок. Карину Зумаки поручили выяснить, имеются ли там полезные артефакты. Если бы нашлись ловушки, на ее чакру они бы не среагировали. Вести от Карин не поступали довольно долгий промежуток времени. В итоге Арчимару самоорганизовал поиски. Карин был обнаружен мною сегодня в 17.24 в пивной вечный зов поселения на Комари. Уже в таком состоянии, на комаре небольшая деревенька в часе ходьбы от Канухи. Мицуки там бывал со своей командой, проверяли на безопасность новую лесопилку. Действительно, куда еще логу нести Карен, чтобы она могла привести себя в порядок? В близкую Канаху к своему человеку. Система слежения чакр пропустила Карен, там же жила здесь, как сама же она и рассказывала. Чакру Лога и вовсе приняли за Мицуки. Он поймал себя на мысли, что был бы рад, если бы вместо Логана задание отправили Сугицу. Поинтересовался, она обнаружила что-то ценное. Мое задание заключается в поиске и транспортировке Карин в центральную лабораторию. Проверять содержимое дорожной сумки в задачи не входит. Ой, мальчики. Раздался знакомый невнятный голос. Помятая Карин остановилась в дверном проеме, тяжко опираясь одной рукой на косяк. Второй держалась за лоб. Какие швы? Два брата-кработа. Ой, челничают змейки такие. Мицу, солнышко, дай тетя Карин тебя обумит. Не весь окислился до уксусной кислоты, сделал вывод лог, церемонно отставляя от себя кружку с котиком. Я луна, щел своим долгом уточнить у Ути, ты ж мой, она захихикала. Как вырос ты наш мальчик? У меня на глазах. Уан, протектор Шиноби. Я ему когда-то сопли вытирала, у меня хорошая сопротивляемость к простудам, усомнился Мицуки. Все-таки крайне мало он помнил о своем прошлом. Многократное стороне памяти даром не прошло, воспоминания к нему вернулись, но далеко не все и фрагментарные. Но он не жалел об этом, трудно жалеть о том, чего не имел и не знал. Разве что, касая малого, есть ли вероятность, что вспомнил детство в полном объеме, и лог бы предстал совсем в ином свете? Да, это из-за защитой оказался. Карин начала съезжать вниз по косяку, но вовремя выровнялась. Ау, аута муна, муна. Аута, ГРР, в строку. Кроч, арачи тебя опять спхал в камеру и подлатал. Но ты был в соплях, я помню. Лог, лог скон, скажи ему, ты ж видел. У меня возник план, пробормотал лог. Если она укусит саму себя, она избавится от алкогольной интоксикации. Если ситуация выйдет из-под контроля, предлагаю проверить, не стал возражать Мицуки. «Братишки, мальчики мои, помирились, радость-то какая!» Карин всхлипнула. «А я, а у меня, а она, бах нету. И где, как, и чакры нету, вообще. Не чую. Я знаете, как чакру чую, как ищейка. Как, хихихик. И ик, как рыжие корги. Рыжие бестежи, как все узумки, почти пропела она и вдруг заревела. Да как так? А, о, не может человек так, бах и нету. Да почему? Да что делать? А... уай а... Мицуки торопел. Пьяных людей он неоднократно наблюдал. Тетя Барута так вообще частенько. Но настолько. И чтобы Карин, сильная, неунывающий Карин, бессменный руководитель южного кластера лабораторий. Что у нее могло случиться? Позвольте уточнить, чего конкретно нету? Лок поднялся со стула. «Заинтересовался? Я ж говорю. Я не пойду в лбу. Хрен вам, а не лба. Я искать буду. Я и так виноватая, кругом. Я, я, я дура такая набитая». Она уткнулась лицом в сгиб локти и снова разрыдалась. И вдруг Лок одним скользящим движением оказался рядом с ней и слегка ударил ребром ладони по затылку. Поддержал начавшую оседать Карин одной рукой. Второй обхватил подбородок, надавил на точки на челюсти, заставляя рот раскрыться. Мицуки, руку. Это насилие, растерялся Мицуки. Барут и Сарады так бы не поступили. У нее алкогольный делерей Алкогольный делерий в простонародье белая горячка. Руку. Оказывается, Лок умел, как родитель, беспрекословно приказывать. А Мицуки умел ему подчиняться. Подошел на негнущихся ногах, поднял безвольную руку Карен вложил в открытый рот. Рубцы от укусов, зажившие и застарелые, вились тонкими ниточками по коже, почти невидимые, свежих давно не было. И не должно было быть. Зафиксируй ее макушку. Мицуки опять подчинился. Лок положил ей ладонь под подбородок и с силой двинул вверх. Ранка оказалась не глубокой, но, кажется, они повредили Карен губу. Струйка крови осталась на подбородке. Лок подхватил Карин на руки и отнес на кровать, спугнув с подушки Кадзуки. Мицуки, как во сне, следовал по пятам. «Почему ты действовал столь медленно?» — спросил Лок вроде бы безучастным тоном. Мицуки молча достал с низкой этажерки аптечку, присел с Карин и начал обрабатывать ранку антисептиком. Регенерация регенерацией, но у него тут уличный кот обитает, мало ли какие бактерии разносит. Карин выглядела жалкой, совсем на себя не похожей. Мешки под глазами, отекшие, в миг постаревшее лицо. Даже в ярко-красных волосах, разметавшихся по подушке, Мицуки разглядел несколько седых волос. У Карин явно что-то стряслось. Не видел необходимости в столь крайних мерах, отозвался наконец Мицуки. Снял с Карин очки и уложил из головье. Обращался с ними так же бережно, как и Сарада со своими. Но ты одобрил мой план. Я пошутил. Не понимаю концепции юмора. Согласен, нецелесообразно. Мицуки захлопнула аптечку, перевела взгляд на лога. Ты полагаешь, она с кровью впитала целебную чакру? Мне проще ли было сделать аккуратный надрез с скальпелем? Прошу прощения, и лог впервые проявил эмоции, опустив голову. Не сообразил. Не наблюдал других путей передачи чакры, у нее и так эта чакра по телу струится. Она уже в ней, какая мне разница, в крови или желудке? Что поменялось от перестановки слагаемых? Напирал Мицуки. Возможно, ты прав. Почему сразу не привел такие доводы? Мицуки пожал плечами. Если не поможет, я ее прокапаю, продолжил Лок. У нее явный алкогольный дельрей. Она бредит, что что-то пропало, и не может сформулировать, что именно. Ты не согласен с диагнозом, может, стоило ее для начала выслушать? Признался Мицуки. И решил, что представители вида Хоумуса и доставляют ему куда больше неутопств, чем Фелискатос. Фелискатос кошка домашняя. И Дендроспес Элбас. Дендроспес Элбас мамба белая из семейства аспидовых. Выдуманный вид змей, используемых Мицуки. Точка. Пока Карин сопела на кровати, Мицуки расстелил футаны припасенные в шкафу на случай, если Барута, Шикада и Наджин приходили с ночевкой, играть в консоли или резаться в карты. И они с логом разместились на полу но Карен, как верные слуги. Ночью заморосил дождь, но быстро прекратился. Тучи рассеялись, и в окно заглянула полная луна, блестящая, будто начищенный серебряный рюм. Мицуки дремал в полглаза, потому что привыкший быть на готове, никак не засыпающий на новом месте Лок в очередной раз вышел на балкон курить. Мицуки мог бы вернуть ему, что эта привычка более чем нецелесообразная вредит его обонятельным рецепторам так же, как и перегар, но смолчал. Перевернулся на спину, скосил глаза на окно, за которым сквозь щели в жалюзи светила луна. С тумбочки что-то с грохотом упало. Карин даже не сбилась с размеренного сопения. Микадзуки, зараза, прошипел Мицуки. В процессе эксплуатации выяснилось, что зараза подходит ему гораздо больше, чем Микадзуки. На улицу не пущу. В рукаве Юката забеспокоилась Хира. Что-то почувствовала. Мицуки скатился с футаны на локтях подполз к тумбочке. Из-под нее, как два светлячка, блеснули кошачьи глаза. «Вылезай!» — приказал Мицуки. Микадзуки забился еще дальше. И принялся что-то увлеченно крысть. «Да что ж такое?» На счастье, у Мицуки имелась техника универсального вытаскивания котов и иных предметов из труднодоступных мест. Он удлинил руку и за шкирку потянул упирающегося всеми лапами Микадзуки. Кот тихо мурзился. Из зубов не выпускал странный предмет габаритами не больше пяти сантиметров. В неверном свете луны было плохо видно, но отчасти это нечто напоминало фигурку из брусков, пересекающихся под прямыми углами. И, кажется, Мицуки видел что-то похожее у химоваричин. Детская головоломка, где бруски надо вытащить один за другим, перемешать и попытаться собрать обратно. С тем отличием, что головоломка Химовыри выполнена из разноцветного пластика, а это штуковина, Мицуки все-таки вытащил игрушку из пасти кота. Да, деревянная. Вряд ли Карин таким увлекалась. Она больше любила косметику и парфюмерию, но предмет не походил ни на первое, ни на второе. Может, это луга? Тогда тем более неудобно, что Микадзуки причинил такой ущерб, точно ведь погрыз. Мицуки провел пальцами по граням головоломки. Вся в пыли, в каких-то волосах или шерсти. Это что же у него под тумбочкой такая антисгитрия? Следов от зубов не нашлось, хотя деревянные поверхности Микадзуки обгладывал запросто. Кот вывернулся в захвате ужом, любя и от души вдарил хозяину когтистые лапы и снова вцепился клыками в головоломку. И вроде ничего особенного не произошло, но вдруг, как говорилось в романах, что гнездились на полках в коридоре, пал тьма. Буквально. Глава 1. Самый темный час, перед рассветом. Мицуки никогда не испытывал невесомости, разве что ложное чувство парения, что возникает порой при засыпании. Но то эффект сбой в процесса передачи контроля над телом от одного участка мозга к другому. Данное явление научно объяснимо. Творящее сейчас не поддавалось анализу. Когда тьма рассеялась, Мицуки обнаружил себя парящим в каком-то зеркальном коридоре, где бесконечно отражался он сам, как в разбитых стеклах калейдоскопа. Натыкался на свои же отражения, сливался с ними или приносился на вылет. Рядом свободно падал Микадзуки, абсолютно спокойный, но постоянно деформирующийся, словно кот применял модификацию тела, а то вышла из-под контроля. То лапы удлинялись, то тело закручивалось в черно-белую спираль, то вдруг питомец становился больше самого Мицуки, и зеркальный коридор тонул в зеленую синеве его глаз. Вокруг витала давишни головоломка из деревянных брусков, тоже постоянно меняющаяся, то проваливающаяся в саму себя, то исчезающая то складывающиеся в куб, внутри которого находился другой куб, и так до бесконечности. В итоге Микадзуки опять попытался укусить головоломку, а та прошла его насквозь и пропала. Когда сознание перегрузилось противоречивыми образами и приготовилось отключаться, впереди возникла мерцающая радужная мембрана. Микадзуки, пока и поджавший лапы и хвост вращаясь вокруг своей оси, пролетел сквозь мембрану, а Мицуки завяз, словно в густой патоке. Патыка взволновалась и пошла пятнами, розовыми, зелеными, бежевыми. А потом что-то одновременно потянуло Мицуки вперед, вслед за Микадзуки, и назад. И второй раз пала тьма. Сон. Или что-то нарушилось в мозговой деятельности. Требуется корректировка у родителей. Из клубящейся мохнатой тьмы выползла белая змея. Уставилась прямо в лицо, щекачая языком нос. Хера! Проснись! проснись, прошипела вдруг Хера, хотя не умела разговаривать. И добавила почему-то голосом Барута. Вставай, хозяин, мы все проморгали. Мицуки проснулся в холодном поту. Странно, он потел только в экстренных случаях, когда периферическая нервная система не справлялась. Он лежал на жестком полу, уткнувшись носом в подушку. Было темно, вероятно, стояла глубокая ночь. Голова ныла, и тело потряхивало, словно он угодил под высоковольтный райтон. Но дискомфорт быстро уходил. Мицуки несколько раз вдохнул и выдохнул, утер лба. Не видно низги, что тоже удивительно, обычно даже от близко далеких фонарей хватало, чтобы ориентироваться в темноте. Значит, луна села, а освещение на улице отключили. И почему он наполнил в обнимку с подушкой? Что вчера было? Кажется, Приходили Локс Карен, а я еще варилась на Б, а после этого Сарада. Мысли соскользнули за грани сновидений, утратили ясность. Дремота обоюкивала, звала за собой. Раздалась энергичная музыка. Митсуки встрепенулся, отрываясь от подушки. Звучание смазанное, невнятное, как из электронного динамика, перекрытое непонятным дребезжанием. Саундтрек из третьего фильма про Кагимасу. Барута забыл свою консоль. Но консоль таких мелодий не исполняла. Слева резануло по глазам синеватое свечение. Оттуда же и лилась музыка. И в этом сиянии Мицуки разглядел стол и монитор и небольшую лампу. У него в квартире такого не водилось. Он осмотрелся. Теперь стало видно, что спал он в какой-то футболке, а не в юката, а нога запуталась в одуяле, свешивающемся с кровати. Кровать? Карен. Мицуки подорвался на ноги, но кровать оказалась пустой. Саундтрек замолк на середине ноты, и свечение погасло. Снова стало темно. Мицуки в растерянности уселся на кровать, пытаясь соображать. Спать хотелось неимоверно, он свалился набок, на бок, на полуспущенное одуяло. Мысли снова потекли вяло, скатываясь в воспоминания. Как правило, просыпаясь по утру и глядя в светлеющий поэталок. Мицуки первым делом сканировал окружающую чакру сложный сплав из вкуса, запаха, зрительных образов и ассоциаций, а иногда из звука сильные чакры гудели. Его собственных ощущений хватало на ближайший квартал, но можно было подключиться к восприятию Хера, что всегда обнаруживалось рядом на груди. И границы мира разворачивались полотном, и чем больше он тренировался, тем дальше. Ближе всех находился квартал Сарутебе, словно окутанный пепельной дымкой. Среди разбросанных тлеющих угольков чакры мицуки безошибочно выискивал один, самый сильный. Сосредотачивался, и тогда ко вкусу дыма примешивалось влажное скользкое чувство, словно глоток болотной воды на тех, кто заключил контракт с жабами-горами об боку перманентно остается этот отпечаток. Почти так же близко, но отклоняясь на 4 часа, находился еще один источник чакры. Тоже связанный с огнем, как и многие в Канухе, но иного толка живое пламя костра, будто Мицуки вступал на самую границу огня, туда, где воздух обжигает и плывет, как на смазанной фотографии. И резкий свежий запах азона. Опасное начало, но тем интереснее наблюдать за их развитием. У Сарады огромные внутренние резервы, поэтому показателю она числилась лучшей в классе и от того ее чакра заглушала соседнюю, родительскую филигранное кружево, сплетенное из лекарственных трав, терпкое, завораживающее красивое как мандала. Обитель Барута располагалась на границе воспринимаемого мира. Но сиял во тьме ярче всех, словно маяк. Даже если седьмого Хакаги не было дома, его мощная чакра пропитывала все вокруг. Он лесной пожар, вкус древесной золы, гол в ушах и пекущий ураганный ветер. На его фоне сложно заметить остальных домочадцев. Но мицуки учился выделять другой ветер, похожий на порыв сознойных летних лугов, несущиеся над студеной рекой. Напитанный запахами буйного разнотравья, стрекотом цикад и жаром загорелой кожи. Это стало каждодневным ритуалом, проснуться, удостовериться, что с самыми важными чакрами все в норме. Порой Сарада не находилась на месте, а значит, ее следовало искать на полигоне. Порой Конаха Синси уходил на задание. Барута, как показала практика, в ранний час спал в положенном месте. Иногда, в последнее время все чаще и чаще, Мицуки отыскивал ему Джинын Чачо. Шикадай территориально проживал в недосягаемости, но Мицуки намеревался в скором времени это исправить. Он зевнул и протянулся. Где-то на периферии билась мысль о неправильности происходящего, но спящее сознание реагировало слабо, тем более чужаками рядом не пахло. Мицуки привычно сосредоточился на органах чувств, проверяя, все ли с его наблюдаемыми драгоценными объектами в порядке, и наткнулся на глухую стену. Он не чувствовал ничего. И вот тут он проснулся окончательно. Сердце забилось в тревожном ритме. Мицуки снова сосредоточился, ловя ускользающие звуки и запахи. По змеиному высунул язык, надеясь, что оседающий вкус обстановки что-то ему объяснит. Вкуса не было. Только во рту пересохло, и пришлось спешно облизывать губы и сглатывать слюну. Он соскочил с кровати, запутался в брошенном одуяле и бухнулся на колени. Справа, кажется, находилось окно. Мицуки судил по квадрату, что высвечивался на плотно задернутых шторах. Шторах, а не его жалюзи. Светает. Но совсем не так, как должно было быть. Приближение солнца ощущается, как надвигающийся на восточной крайнюю во фронт тепла. Перед рассветом самый холодный час, и потому данный контраст очень четко воспринимается всеми, кто видит в инфракрасном спектре. Солнце его вовсе огненный шар, взрыв, расплавленный котел кипятка, клубящийся в завихрении сияний. Смотреть на него можно, лишь сузив зрачок до точки, как не умеют млекопитающие, но умеют змеи. Сейчас, если судить по зрительным ощущениям, близился рассвет, но повышение температуры не фиксировалось даже кожей. Вообще ни единый теплый объект, включи и самого Мицуки, не белел в темноте. Из звуков остались непонятные далекие шумы, а раньше Мицуки четко определял, какая половица скрипнула и какая дверная петля щелкнула вследствие износа металла. Ароматы и вкус совсем пропали. И то и усыпила поначалу бдительность, не услышав посторонних запахов, Мицуки подсознательно решил, что находится дома, где все привычное потому не воспринимается органами чувств. На деле он очутился в незнакомом месте, которое не пахло лишь от того, что ему отшибло обоняние. Карина и лога не оказалась рядом не потому, что они затемно ушли. Это Митсуки перенесли в другую локацию. Паника накатила душливой волной, сердцебиение зашкалило. Сидя на полу, он пытался хоть как-то уточнить свое местоположение, но безуспешно. Словно глаза завязали на уши надвинули наушники, на нос и рот маску, а поверх всего этого черный мешок на голову. Как в катакомбах Анбу для провинившихся Шиноби. Он что-то натворил? За компанию Скарин пил по-черному до нарушения функционирования механизмов памяти. Но у него ускоренный метаболизм, опьянить а он не способен чисто физически. Кислорода уже не хватало, значит, он под печатью для преступников? Нет, опять ошибка кислорода не хватает потому, что он слишком часто дышит, а сердце слишком быстро качает кровь. Опять все волосы мокрые от пота. Да что ж такое? Успокойся, немедленно, запах пота может выдать врагам. Но чем дольше у него не получалось привести себя в норму, тем больше он волновался. Замкнутый круг. Мицуки уселся на колени ровно, закрыл глаза, сложил руки. Глубокий вдох-выдох, глубокий вдох-выдох. Раньше он вернул бы взбесившийся организм в норму за пару итераций дыхательной гимнастики. Сейчас возникло стойкое ощущение, что все системы регуляции тела разболталились в край. Паника не уходила. Значит, следовало направить лишнюю энергию в действие. Он поднялся на ноги, прокрался к окну. Головная боль уже прошла, но тело ощущалось как нечто раскоординированное. Пару раз он наткнулся на углы. Осторожно, чтобы снаружи никто не заметил, раздвинул шторы. Небо слабо серело. Второй этаж. Внизу темный сад, улицу заграждает некая хозяйственная постройка. Подозрительно знакомая картина, кажется, сбивает с толку именно сад, он слишком заросший и неухоженный, был бы другим. Мицуки оглянулся. Нет, в потемках комнату видно плохо. Или у него село зрение. Кровать, стол, Компьютер, светлые створки шкаф в нише между кроватью и дверью. И на шкафу знакомые глаза Светлики. Микадзуки. Прошипел Мицуки, не вкладывая в слова голос. Не хватало еще, чтобы кто услышал. Тебя тоже похитили? А тебя зачем? Как не пошевелился. Сидел настороженным комком, выгнув спину дугой. Сделай движение навстречу и тотчас сбежит. Мицуки протянул руку, модифицируя ее, я ничего не намодифицировал. Рука не удлинилась. Он чувствовал течение чакры по каналам, знал, как ее перенаправить и на какие точки усилить воздействие, но это не помогало. Да и точки исчезли. Точнее, сместились. Мицуки схватил правую руку левой, тщательно щупал, подключая внутренние ощущения энергетических токов, хоть это пока работало. Система Тенкицу была сбита, словно кто-то перепутал ему все пути выхода чакры. На технику Хьюга не похоже. Мицуки попятился назад, пока не уткнулся в подоконник. Ноги стали ватными. Что происходит? Его похитили, перенесли сюда, переодели, отключили все органы чувств. Анбу? Нелогично. Преступники, вознамерившиеся запросить выкупу Арачимару. Это больше походило на правду, но почему его не связали? Не посадили под замок? Дверь, может, и заперта, спору нет, но окно разбить не проблема. Даже если Мицуки растерял все свои навыки в ниндзюцу. Еще одна догадка отправила по телу новую волну паники. Кара. Происки Кары. Барута ринется спасти его из плена, и они схватят Барута. Нет-нет, этого допускать. Нельзя. При мысли Барута Мицуки сообразил, что именно показалось знакомым снаружи. Он не смело обернулся. Точно, это же вид из окна комнаты Барута. Правда, под иным углом. Но комната не Барута. Даже слабого освещения хватало, чтобы это понять. Хотя планировка в целом похожа, но детали иные. У Барута старенький монитор с электронно-лучевой трубкой, а тут жидкокристаллические, как в родной лаборатории. Шторы у Барута не из тяжелого шелка, а тонкие. Шкаф, встроенный из темного дерева без росписи по створкам, в общем, совсем не такой, как здешний. Тот на подоконнике в горшке Толстянка плановидная, а оборуд очередной как-то шикадаевский, из популяции Казикаге, которую уже некуда девать и некому сплавить. Хотя, проведем эксперимент. Если вот так протянуть руку к изголовью кровати, да, точно в протянутую ладоницу цукелек протектор Шиноби. Парадокс на парадоксе. Кара его схватила так, что он ничего не понял, допустим. Но зачем относить в дом Барута? Делать перестановку в комнате? А может, все домочадцы Барута сейчас в заложниках? Нужно действовать аккуратно, не поднимая шум. На всю комнату запел саундтрек из Кагемасы. Мицуки аж вздрогнул. На столе вспыхнуло синеватое свечение, снова раздалось дребезжание. Но теперь Мицуки видел, что именно исторгал такие звуки. На столе урчал темный прямоугольник, вроде крошечного жидкокристаллического монитора. Только проводов не наблюдалось. На прямоугольнике высвечивался схематичный силуэт головы, под ним подписи красные и зеленые круги. Мицуки разобрал иероглифы. И решил, что ошибся. Поющий монитор высвечивал имя умершего человека. Мицуки попал в чистый мир. Он представлял это иначе. Но, разве есть свидетели или научные работы, Прямоугольник, вибрируй, полз к краю стола, а после кувыркнулся на пол надписью вниз. Мицуки оскочил в сторону. Прямоугольник затих. Мицуки присел перед ним на корточки, опасаясь прикасаться. Принюхался, не нагибаясь, а направляя к себе поток воздуха ладонью, как учили. Горячий пластик. Ладно, опыта с техникой подождут. Микадзуки Кадзатаился, таился. Мицуки привстала на цыпочки, попытался схватить рукой. Пальцы скользнули по теплой шерсти, а кот забился дальше. Не мяукал, не шел на руки. Вел себя так только с посторонними. Но Мицуки ты не посторонний. И бросать своих в логове врага не намерен. Откатил от стола вращающийся стул, вскарабкался на него. Не самая лучшая идея, но он Шиноби удержал равновесие, хотя сегодня его весьма амплитудно шатало. Микадзуки увернулся, проехался когтями по руке, спрыгнул со шкафа и ркнул под кровать. Мицуки бросился за ним. Ударился лбом, но все-таки сцапал шипящего кота. Микадзуки, это я, тише, тише. Мыу. Взвыл Микадзуки на все цитадель зла. Одновременно взревел он из Кагемаса. Мицуки от неожиданности ослабил хватку, кот вырвался и вскочил на подоконник. Заскрежетал когтями, пытаясь затормозить просунул лапу под створку, несколькими резкими движениями потянул на себя. Окно оказалось не закрыто, створка отошла, Микадзуки вывалился наружу и помчался через сад. Но хоть он спаси. Урчащий прямоугольник, показывающий имена мертвых людей, надрывался на полу. В окутывающем его свечении Мицуки разглядел на задней поверхности рисунок яйца, разделенного посередине зигзагообразной чертой. Скорлупа. Кара. Караеп. Оболочка, скорлупа. Восклицательный знак. Он подхватил со стола карандаш, перевернул им странно нинджит. Снова высвечивалось имя того, кого давно нет в живых. Нинджих юга. Музыка оборвалась. Нинджит пискнул и выдал текст: где тебе демоны носят живо ду и ко мне. Видимо, в чистом мире с пунктуацией дела обстояли совсем туго. Идут никому Мицуки не собирался. Все это отдавало эзотерикой и трансцендентализмом, а Мицуки воспитывался в сугубо научной среде. Что все это значит? Он обернулся к окну. Сквозь приоткрытую створку доносились первые несмелые трели птиц и стучание колес. Вроде возле дома Баруты не проходили железнодорожные ветки. Мицуки прошелся по комнате, решая, что делать. Волнообразно повел запястьем. Его змеи понимала этот жест какой бы изнанки реальности не пряталась, но на подобный зов приходила всегда. Но не сейчас. Змеи не было. Хера. По-прежнему беззвучно позвал Мицуки, Не надеясь на ответ. И не потому, что она пока не признавала свое имя, предпочитая оставаться безымянным инструментом. А потому что чувствовал, что или ее у него отобрали. Хера. Хера. Опять повел запястьем. Не помогло, Раньше справился бы без печатей, но сейчас все шло из рук вон плохо, потому Мицуки вернулся к академическим мазам. Медленно и четко сложил пальцы, материализуя теневых змей. Но они были лишь отражениями реальной хера, потому опыт ожидаемо провалился. Мицуки призвал настоящих. На зов не явилась ни одна. Более того, Мицуки даже не почувствовал своей связи со змеями. Значит, эти узы оборвали как они смогли. Это ведь не контракт в обычном смысле слова, Мицуки генетически мог повелевать рептилиями. Мог. Но не сегодня. Накатила странная печаль, сродни неустроенности и пустоте. Мицуки ее проигнорировал, некогда поддаваться влиянию правого, отвечающего за эмоции полушария мозга. Если в других комнатах заперты Хинута, Химоваря, Наруто во что слабо верится и даже Барута, следовало немедленно броситься им на помощь. Но без плана и без знания обстановки он сам угадит в ловушку и его снова запрут здесь. На змей, которые могли бы добыть информацию, полагаться нельзя, тогда следует... Стоп. Семья Узумаки в данный момент на горячих источниках. Их просто-напросто нет дома. Как он мог забыть? Он в принципе никогда ничего не забывал. Но сегодня его мозг отказывал. Значит, дом Узумаки, где он предположительно находится, пустует если не считать самого Мицуки и его возможных похитителей. Следовательно, надо улизнуть так, чтобы они не заметили и доложить хоть кому-нибудь. Лучше всего главе Анбу или советнику Хакаги. Мицуки подскочил к кровати, рывком перетянул подушку на середину и накрыл одуялом. Пусть думают, что он замер с утром и пытается отогреться и спит. Он частенько так делал. Хотя им-то откуда знать, Рассекать по конохе в футболке и трусах так то Мицуке было все равно, но окружающие не воспримут его поведение как адекватное. В итоге выслушают не сразу, как они с логом вчера не стали слушать Карин. И потеряется драгоценное время. А значит, следует выглядеть в рамках приличий. В темноте на ощупь он надвинул протектор на лоб, повязка, конечно же, ощущалась несколько иначе. Не хотел надевать чужую вещь предварительно не обработанную от вшей, но выбирать не приходилось. И волосы на ощупь оказались жесткими и спутанными, похоже, голову следует мыть чаще. Футболка, трусы, протектор уже хорошо, но недостаточно. Мицуки двинулся к шкафу, ожидаемо не нашел одежды Барута. Зато накинул привычный юката, припоясался, натянул первые попавшиеся под руку штаны. Странно, что размер подошел. На нижней полке стояли деревянные гита, не очень удобные сандалии, но все лучше, чем бегать босиком. Найденный рядом на комоде под сумок Барута его там же оставлял Мицуки, напрягая зрение и осязание, проинспектировал особенно тщательно. Два куна, стандартная стопка взрыв печати, дымовая завеса, пять сурикинов, один сухпаек. Не густо, но хоть что-то. Подсумок был подвешен к поясу, а вот перелезть на бедро искать было уже никогда. Из дел насущных не давал покоя переполненный мочевой пузырь, ну ладно, в пути в каком-нибудь темном закутке разберется. Совсем не по пообезьянье. Что с ним сделали, что ему даже терпеть стало сложно. Мицуки скользнул к подоконнику, задержался, приноравливаясь, так как подозревал, что центр тяжести у него тоже сбит. И мягко спрыгнул вниз. Глава 2. Знакомые незнакомцы ориентироваться в предрассветном сумраке. Особенно с подсевшим зрением было непросто. Далекие дома пропадали в тумане, и Мецуке это напрягало, так он не смог бы засечь нападение. Все вокруг казалось приглушенным, черно-белым, и, возможно, отсутствие красок не позволило ему вовремя заметить очередную странность. По правде, он этих странностей не хотел. В расчете на одно утро их и так случилось более чем достаточно. Но они настигали Мецуке сами. Причем за таким делом? о котором нельзя распространяться или выставлять на обозрение. Ибо, как ему втолковали, это табуированная тема. При этом принимать в себя пищу на глазах у всех считалось нормой, а вот обратный процесс, что и говорить, люди-существа чудны. И... В общем, чего ходить вокруг да около, когда Митсуки завернул за кусты сирени на окраине парка, чтобы наконец-то отлить. Он лишний раз убедился, что с ним что-то не так. Точнее, что у него не такой тактильно и визуально. С минуты Мицуки простоял в ступоре. Потом поправил штаны и выбрался на аллею, где света побольше. Выставил перед собой ладони. Рукава юкаты скользнули от запястья к локтям, ткань, кажется, была зеленой. Руки, по всей видимости, чужими. В общих чертах довольно-таки схожи. Но форма ногтей точно другая. Пальцы короче. На подушечке левого указательного изгибе среднего застарелой мозоли, как у людей, которые много пишут. У Мицуки таких не образовывалось, регенерация сглаживала их раньше. С мозолями от Куна и она, правда, уже не справлялась. Мицуки повертелся вокруг своей оси, надеясь еще что-то в себе разглядеть. В голове медленно складывалась уверенность, что это не его тело. Или его, но видоизмененное. Но кому могло понадобиться подобное? Он сложил печать развеивания гендюцу. Не помогло, ощупал лицо, наплевав на то, что не мыл руки. Ничего не понял, кроме того, что нос, кажется, другой формы, чуточку курносый. Мицуки снял с правой ноги Гита. Ступня как ступня, хотя форма пальцев несколько отличная, или он уже себе надумывает. И, пожалуй, размер поменьше. Надо проверить. Он наступил босой ногой на взрыхленную землю соседней клумбы потом достал то, во что еще мог верить и для ночего неизменный куной. Положил рядом с отпечатком ноги. Ступня Мицуки была больше куная на 2 сантиметра, он знал это абсолютно точно, так как в первые дни в Канохе покупал себе обувь, измеряя ее рулеткой и развлекая тем самым продавцов. И лишь потом ему объяснили, что существует такое понятие, как размерная сетка. Этот отпечаток ступней был короче куная. Возможно, тело младше. Возможно, Мицуки схватился за голову, неподвижно, настороженно глядя перед собой. Он нашел объяснение. И оно ему не понравилось. С ним случилось что-то нехорошее. Он почти умер или, возможно, получил травмы, несовместимые с жизнью, или стал недееспособным. И родитель перенес его сознание в другой сосуд. Мицуки видел эти сосуды много одинаковых Мицуки на разных этапах развития, спящих в камерах гибернации, это зрелище не предназначалось для его глаз, он случайно забежал в экспериментальный зал, когда гонялся за змеями, которых в закутках родной лаборатории водилось множество. Мицуки не знал, к какому временному промежутку относилось это воспоминание. Ярко запечатлелись лишь мерцающий зеленоватый свет и почему-то запах хлорки. Остальные Мицуки казались ненастоящими, точно фарфоровыми куклами. Он зачарованно бродил между ними, пока ему на голову не легла ладонь родители. Да, точно, родителю тогда почти не понадобилось сгибать руку в локте, значит, Мицуки был ростом не более метра. Пойдем, тихо, но властно сказал родитель, и Мицуки подчинился. И почему ты не решился спросить, а живые ли те, другие? И зачем они нужны? И можно ли с ними поиграть? Почему ты -то тогда Мицуки понял, что спрашивать ничего нельзя? Впрочем, он и после не нашел в себе смелости поинтересоваться. Точнее, боялся услышать ответ. Предполагал, что Мицуки расходный материал. Или запасные, если с ним или логом что-то случится. Те селезенька, печенье почка, которые ему должны были пересадить, их вырастили с нуля или взяли у одного из непробужденных, отправив остальное тело в утиль. Родитель расплывчато говорил, что органы развиваются хорошо, ничего не уточнее, а Мицуки тогда так плохо себя чувствовал, что не расспрашивал и отправят ли в утиль самих Мицуки Лога, если они не оправдают ожиданий родителей? Вопросы, вопросы. Но сейчас, значит, с Мицуки что-то произошло. И его сознание перенесли в тело другого сосуда, младше него. Поэтому ему трудно координировать движение. Поэтому точки Тенкицу расположены иначе. Поэтому он не умеет почти ничего из ниндзюцу. Хотя безусловно странно, что даже змеи его не признают а еще родитель удалил ему воспоминания о травмирующих событиях. Это как раз неудивительно. У родителей искусственная ретроградная амнезии считалось панацеей от всех болезней, он даже депрессию Мицуки предлагал лечить сторонним памяти. Хорошо, что передумал. Мицуки в глубокой задумчивости прошелся и туда-сюда лее. Утро набирало силу. Светлело, откуда-то доносился лайв гуливаемых собак. Скоро социум забурлит, выходя на новый виток каждодневных обязанностей и ритуалов. И Мицуки тоже нельзя зависать. Дом Барута в опасности. Надо срочно кому-нибудь доложить. Нельзя отвлекаться на мелочи вроде собственного раздрая, выполнения заданий превыше всего. Но посмотреть на себя в зеркало хотелось неимоверно. Чтобы удостовериться, что внешность у него прежняя. Но в парке не найти ни витрин, ни зеркал, только если спуститься по ступенькам вниз, к набережной, и попытаться разглядеть свое отражение. И Митсуки бросился к реке. Раньше он мог бесшумно ступать в гита, сейчас же цокал по плиткам на всю округу. Реку Нака он почувствовал издали даже своим притупленным обонянием. Когда-то, возможно, она и была чистой, но сейчас оттуда яственно тянула затхлостью и водами завода в Каминари. Закованная в цепи бетона, в вале утреннего тумана, она тяжко катила волны в сторону далекого моря. Мицуки почти спустился к берегу, но тут заметил на пешеходной дорожке бегущего Шакадая. И опять в смутной тревоге зашло сердце. Потому что шакадая он должен был засечь намного раньше. По ощущению клубящихся теней, холодных и цепких, которые под порывами внутреннего ветра закручиваются в вихрящуюся воронку. Мицуки в принципе нравились чакры с запахом, инь, в отличие от янти, слишком били по рецепторам. Ин завораживала чем-то тайным, гипнотическим, текущим под поверхностью. Даже в чакре Барута знойным ветре над цветущими лугами неизменно присутствовал образ прохладной чки, скрытый ветлыми факторами. Наверное, наследие по линиях юга. Шикадай был чистый. Инь. Но от этого шикадая чакра не ощущалась и Мицуки никак не мог рассмотреть в нем человека, воспринимал как картонную фигуру без глубины, вырезанную из полотна реальности. А Шикада ли это? Вдруг это кто-то притворяется Шикадаем? Настоящий Шикадай, лентяй, Сони и стопроцентная сова, уж точно не встал бы перед рассветом. Или он по делу? Может, и у него что-то случилось? Растерял свою теня. Утро. Шикадай поравнялся с Мицуки, приветливо улыбнулся. Ты чего так вырядился? Сегодня вроде не абон. абон. фестиваль, посвященный поминовению умерших. Вопросительный знак, голос тот же. Но Мицуки впервые видел Шакадая в спортивном костюме и с наушниками, как у Эды и Суны. Доброе утро, все же поздоровался Мицуки и поперхнулся. Он не узнал своего голоса. Громко прочистил горло. Твой отец дома? У меня срочное донесение. Не помогло, Голос остался чужим. Но Шакадай удивленным не выглядел. Выровнял дыхание, совсем не сбившийся от бега, оперся ладонями о колени, посмотрел на Мицуки снизу вверх. Отец. Шикадай снял наушники, они повисли на проводках на отвороте куртки. Понятия не имею, я его дней десять не видел, еще бы столько не видеть. А что стряслось? Шикадай его явно узнавал. Но говорил нечто противоречивое. Что-то точно произошло в Канухе, что-то, что, что Мицуки забыл. Какое сегодня число? Упавшим голосом спросил он. Шикадая посмотрел на него, как на идиота, с флегматичным видом завернул рукав и ткнул пальцем в ремешок на запястье. Потом поднес свою руку под нос Мицуки. На ремешке оказались не иначе, как электронные часы, правда, не круглые, а непривычно вытянутые. И Мицуки впервые видел их у Шикадая. Обычно шиноби не нуждаются в часах, собственный организм четко отчитывает ритмы. На экране высвечивался символ бьющегося сердца, рядом мелькающие цифры, вероятно, значение пульса, а не даты и время. Если верить предоставленным данным, Мицуки ни дня не потерял. А год. Уточнил он. Шиза, хохотнул Шикадай, разминая плечевые мышцы, у тебя реально Шиза. Ты не проснулся, что ли? Мыслительные процессы Мицуки тормозили. Мне пора. Спрошу в резиденции. Эй! Шикадаю попрыгал на месте. Я с тобой все равно пробежку почти закончил. Что-то ты мне не нравишься. У тебя точно все в порядке? Нет, Мицуки не мог откровенничать с Шикадаем, который ходит на пробежке. Выдал бессвязное. Благодарю за посильную помощь. Я пошел развернулся на месте, бойко стуча гита, направился вверх по ступенькам, на аллею, ведущую прочь из парка. Шикадай не отставал, да бога ты! Провожу тебя в резиденцию или куда ты там хотел? Или, может, лучше в госпиталь? Короче, к родителям. К родителю? Мицуки покачал головой. Информация оседала химическими связями в краткосрочной памяти, но не усваивалась. Родитель в Канохе. Логично, присматривает за Мицуки, который привыкает к новому телу. Но чтобы о присутствии родителей так открыто знали все. Тот же Шакадай. Мицуки вывернул на знакомую улицу Ханата, зашагал к торговому проспекту одному из тех, которые, как спицы в колесе, сходились к площади перед резиденцией Хакаги. Дома вокруг были знакомы, но чем-то неуловимо отличались. Встающее солнце дробилось в окнах, слепило. Как назло, на встречу не попалось ни одного шиноби, ни одного патруля полиции. Скоро начнется торговый квартал, должно стать многолюднее. И должны появиться витрины. Мицуки дико хотелось увидеть самого себя. На углу дородная женщина открывала закусочную. И громко разговаривала сама с собой. Мицуки даже вздохнул с облегчением, что не он один сегодня сошел с ума. Может, на фармацевтическом заводе произошла утечка алкалоидов? алкалоиды вещества со стимулирующим или наркотическим эффектом. Вопросительный знак. Нет, ты представляешь, они хотят поставить нас в очередь на квоту. Разговаривала с воздухом хозяйка закусочной. Нас. Мы гражданские, нас с ниндзя ничего не связывает. В нашей семье только один шиноби и без векор. Генин в отставке, шестый десяток разменял. С грыжей. Вот уж вояка так вояка как выйдет за периметр, как же хничьи кровь все биджу обосрутся. Да что ты говоришь? А что я, не имею права показать детям их собственную страну? Дворцы и столицы, храм огня в Красных горах, море. Мы с мужем два года на этот отпуск батрачили, и тут здрасте, приплыли, вы не гражданские, стыньте в очередь. Эти лунари там совсем оборзели. А ты меня и вага кури не пугай, не надо. Наши шиноби нас защитят. Что? На деньги намекают. Подмазать. А сколько берут? Хозяйка повернулась, и Мицуки увидел у нее в ухе что-то вроде гарнитуры, которыми пользовались ниндзя на коротких дистанциях. Шиначику. Воскликнул рядом Шикадай. Мицуки непонимающе посмотрел на него, после перевел взгляд на устанавливаемую доску с наименованием блюд и ценами. Шикадай увидел рамен с Шиначику. Шиначику приправу из побега в бамбука. Вопросительный знак. Мицуки такого в меню не нашел. Но от названия угощения в животе заурчало. Он проголодался. Реально настолько сильно проголодался. Но он вчера плотно поужинал, этого должно было надолго хватить. Он питался редко, но качественно. Дружище, я с тобой разговариваю. Абонент не абонент. Мицуки медленно моргнул, слушай, Шикадай. Ты вроде говорил о донесении Шикамару. Это связано с вашим недавним заданием? Если дело срочное и секретное, могу тебе скинуть его номер, только не говори, что это Ю. Номер чего? Куда кидать? Мицуки окончательно потерял нить разговора. Может, прав был Шикадай с диагнозом, и у него развивается расстройство шизофренического спектра? Но сначала он обязан разобраться с Карой в доме Барута, а после со своим психологическим здоровьем. Шикада тем временем достал из кармана куртки точно такой же прямоугольник, какой остался в комнате Барута, только серебристого цвета с аналогичным изображением треснувшего яйца. Заскользил по поверхности пальцем. Хищно скалились зубцы разбитой посередине скорлупы. Лови. Мицуки молчал, только глядел не мигающе пристально. Что он должен был ловить? Долго смотреть в упор не получилось. Склер глаз этого тела сохло слишком быстро. Пришлось моргнуть. Не будешь проверять. Слушай, Шикадай сощурился, у тебя вообще карафон с собой? Мицуки, не слушая, как вас не остановился у замагазина. На двери был наклеен плакат со знакомым лицом. Киба и Нузука привычно рекламировал премиум кормы для животных, на сей раз для котит. Ниже плаката почти зеркальной поверхностью блестело начищенное стекло и в этом стекле отражался и и рядом с ним незнакомый мальчишка. Растрепанный, загорелый, с белобрысыми волосами, отливающими в розовый цвет. В зеленом юкате с геометрическим, розовым же орнаментом и с перекошенным протектором поперек лба. Мицуки приблизился почти вплотную, машинально поправил повязку с символом скрытого листа. Незнакомый мальчишка сделал то же самое. Чуть ниже Шакадая, но не потому что младший, скорее, ровесник, только невысокого роста. Как Барута. Мицуки, широко распахнув глаза, ловил новые черты лица. Кажется, радужка зеленого цвета. Это он сам. Это он. Осознание пришибло к земле. Почему он такой? Что сделали с его телом? И почему Шикада его узнал? Его ведь даже Микадзуки не узнал. Шина. Шин. Тихонько звал Кагатоши Шикадай. Ты меня сейчас реально пугаешь. Но скажи, что ли, что всю ночь гамал, прошел Первую мировую заучиха, теперь спишь на ходу. Ну чувак. Не умолчи. У родителей коллекции новых Мицуки. Розовый теперь писк сезона. Мицуки почти безнадежно поплелся к резиденции. Кто его такого будет слушать, в нем никто не узнает повелителя змей из нашумевшей седьмой команды. Он повернул за угол, почти не слыша, что ему в спину кричит Шакадай. Дома расступились, открывая вид на широкий проспект, резиденцию вдали скалу с ликами Хакаги. И Мицуки замер, ощущая дурноту и головокружение. Действительность нанесла ему финальный удар. Он узнавал первого Хакаги, второго, третьего, пятую, седьмого. «Это кто?» — спросил Мицуки, трясущейся рукой указывая на скалу. «Хакаги, кто ж еще?» — хмыкнул подошедший Шакадай. «А кто здесь должен быть?» Они должны. Но четвертый. И шестый. Киза Шихаруна. Шикада кивнул на изображение четвертого. Мицуки ни о чем не говорили ни о это лицо, ни о это имя. И оби очка, Узор Шарингуна в глазах шестого. Шрамы на лице. И фамилии знаменитого клана. Постойте. Обита это не тот ли, который примкнул к Акацуке и развязал четвертую мировую войну Шиноби? Что преступник делает среди Хакаги? Что не так-то? ожидал видеть художество твоей сестры? Сестры? Родителю очередного Мицуки исключил я охромысом и продублировал Экс. Нет, нет, все совсем не так. Все еще хуже. Перед глазами плыло. Мицуки опустился на корточки и сжал виски ладонями. Шиза, ты чего? Аминаты на Микадзе и Кукаши Хатаки. А они тут при чем? Минато сыну предлагали пост четвертого, он нам сам рассказывал, но он же отказался. Умный мужик, уважаю. Как сейчас помню, не лезьте, говорит. Пацаны, во власть, если хотите долго жить. А Хатаки это кто? Писатель вроде. Ему-то этот гемор зачем? Писатели, книги, мысли роились в голове и выдавали объяснения одно другого нелепее. Мицуки читал книгу теории множественных миров. Не у родителей, нет, сфера интересов того лежала в химико-биологических дебрях. Дюнки как-то одолжил, Любопытная оказалась гипотеза, правда, не подтвержденная экспериментально, потому Митсуки отнесся к ней как к красивой игре ума. И не подозревал, что будет ее доказывать лично эмпирическим путем. То есть очутившись в параллельной вселенной изнутри, будто лабораторная крыса в стеклянных лабиринтах с угощениями. Мысли, как-то крыса, лихорадочно метались в паутине извилин, ища выход из ситуации. Это не техника обмена разумами и манука потому что окружение совсем иное, и Мицуки не чувствовал внутри своей головы чужую волю. Или проблеск сознания хозяина тела. Оставался вариант с гендюцу. И его следовало отработать. Как и диагноз шизофрении. Какие люди на волшебном блюде. Данюся сдали знакомый голос. Только не это. Протянул рядом Шакадай. И ведь знала же, что он вечно около резиденции ошвается. Мицуки выпрямился, замедленно обернулся по проспекту к ним шагал, спрятав руки в карманах, конах и С виду конах и мрусинсей. Потому что чакрового вкуса дыма от него не ощущалось. Мицуки никак не мог воспринимать людей без чакры. Словно из них выкачали жизнь. Куда навострился? Продолжал конах и апатичным тоном. Твоя команда тебя заждалась. Мицуки встрепенулся, во все глаза глядя на сенсию происходящее стало привычным, понятным, и он ухватился за ситуацию, как утопающий за соломинку. Вот только Конах и смотрел на Шикадай и обращался, кажется, тоже к нему. У меня трение. Буркнул Шикадай. У тебя сыношек и дебило дебила кусок. Рявкнул Конахамыру. Ты заманал уже своим дезертирством!» Бегом маш на третий полигон. Вот же Гемор!» — чуть слышно прошептал Шикадай. Не слышу ответа, Генин. Так точно на третий полигон. Выплюнул Шакадай, вытягиваясь в струнку. Разрешите выполнять? Бегом. Гаркнул Сенсей. Ранее тапки. Конах и Мару Сенсей. Обрадованно воскликнул Мицуки. Если это другой мир, то ничего уже не поможет. Если тот же самый, но сошедший с ума мир или сам Мицуки, Конах и Мару разберется. Разберется же. Он не из таких ситуаций находил выход. Конах и пожалуйста. Я тут выяснил. Наставник покосился на него, как на ничтожество. Ты как к старшим по званию обращаешься, салага. Конаха марусин. Разрешите обратиться, Конаха Марусинсей. Мицуки повторил медленно и разборчиво для недогадливых. Разрешите обратиться, Конаха Марусинсей. Разрешаю. Дом Барута захвачен карой. Шикада хихикнул. Да ладно, Наконец-то и до них докатился прогресс, а то чего Барута с раскладушкой ходит? Прогресс? С какой раскладушкой? Больничной койкой? С ним все в порядке? Его захватил мамушики. А может, все это дело рук каких-нибудь Асуцуки? А может, все не спят в бесконечном Цукуюме? Нет, тогда бы Мицуки не осознавал неправильности происходящего, а раз осознает, значит, это не Цукуюме. Что с Барута? похолодел он. Тебе лучше знать», — тряхнул высоким хвостом Шикадай, вы в одной команде, а не я. Дебила кусок. Прикрикнул на него конных и Марусинсей. Ты еще здесь? Шикадай цыкнул и умчался. Что с Барута? Допытывал Семицуки. Чего с этой сложатиной станется? Вчера видел вас с докладом, нормально все было. У Мицуки не получилось сложить действительность в ясную картину. Но Барута, Прежде чем что-то предпринимать с собой или миром, Мицуки жизненно необходимо удостовериться, что Барута жив вздоров. У нас и сегодня спаринги. Мицуки помотал головой. Конах и Марусинси, разрешите обратиться. Какие будут распоряжения на сегодняшнюю тренировку? Твою уж налево. Лесно, конечно. Элита надумала с нами пыль глотать. Мицуки надумал. С кем еще ему тренироваться, как не с Барута своим наставником? и Зарада наверняка придет. За нее он, кстати, не особо переживал, она интеллектуалка, а значит, в передряги не угодит. А вдруг это правда другой мир? И здесь у ее отца Ринниган, и он сможет вернуть Мицуки домой? Ну валяй, коль не шутишь. Погоняешь моих, а то они совсем сдобелились. Мицуки изобразил одну из своих дежурных улыбок. Жаль, он понятия не имел, как это выглядит на незнакомом лице. Возможно, эффект не тот. Конных Марусин не встревожила упоминание Кары, возможно, ее здесь и вовсе нет. Но для него Барута словно младший брат, и если Синси спокоен, значит, и Мицуки зря поднял панику. Глава 3. Зуфа Тагакури, Шикадай с самым скорбным видом толкнула обтянутой сеткой створку ворот и валился на третий полигон. И на джин, выворачивающий пируэты на бревне, даже не посмотрел в его сторону. Чучу сидела в тенечке и привычно залипала в карафон подняла на сокомандника красный от недосыпа глаза и тихо поздоровалась. «Привет!» Не потому, что хотела, а из геморной вежливости. «Привет!» — эхом отозвался Шакадай. Хорошо, хоть его сокомандники остались самими собой. Он попрыгал, разогревая мышцы, сделал несколько махов ногами. Разговаривать, как обычно, было нечем. Ворота противно заскрипели. Явился Конохомору, а за ним тенью просочился Шиначику. Растрепанный, будто только что оторвавший голову от подушки, зато и ката носил с достоинством, как потомственный самурай. Или вышкаленная гейка. Гейка и майка так правильно называют гейш. Из столицы. Так, салаги, размялись? Гаркнул Кунохамыру. Шесть отрезков попримочил ночным бегом, потом на исходную в центре. Сегодня отпрыск героев Канохи покажет вам мастер-класс. Герой Канохи. Шиначику выговаривал слуга как-то иначе, Шикадая пока не разобрал, как? Не тротарил что ли? Вы помирились с родителем? Разговорчики в строе. Заткнись, чудик, шепотом посоветовал Шикадай. Знал, что Хуймару лучше не злить, он сам разозлится. И заложив сальто вперед, соскочил с бревная, не комментируя, припустил вдоль ограды. Чачу строчила в карафоне. Баб приказ тоже касается, бросил Конахамару. Чача наскоро тапнула по экрану и кинулась за Зенджиным. Шиначку в своих сваливающихся гета помчался следом. Лучше бы разумся, придурок. «Принцу Суны требуется особое приглашение. Шикадай вздохнул и замкнул вереницу несчастных. Принц Суны из уст Конахамару звучало как оскорбление, да и сам Шикадай не особо верил, что его когда-нибудь заберет Казикаги. Это в глупом детстве грезилось о песках далекой страны, о тягучих мелодиях, о миражах и оазисах, а еще о десертах. Тогда слово «сочетание пустыны и сладости» казалось чем-то волшебно вкусным, хотя он ни разу не пробовал ни шербет, ни лукум, ни пахлаву. В Суне он стал бы единственным наследником, внуком четвертого Казикаге, там бы его ценили, может, даже любили. Но время шло, а Шикадай никто не забирал, словно его забыли здесь, в Канухе, и постепенно он смирился. Теперь у него появился иной план вырваться из скрытого листа. Чемпионские звания и кубки, первенство и матчи. Если его заметят, если возьмут в столичный клуб или даже в Кума. А почему Чачо в режиме бабочки? Неожиданно спросил бегущий рядом Шиначику. А она в режиме бабочки? Не поверил Шакадай. Как узнал? Не, реально? Она ж вроде не практиковала. Хотя хазе, что у нее в голове творится. Это даже без чакры видно, не успоргу шиначику. Он сегодня явно не с той ноги встал. Из-за этого потом оступился и ударился головой. Человек не может столь резко сбросить вес, если только он не болен и не страдает нарушением обмена веществ. Но в этот раз Чачо, увы, переборщила с техникой. Вроде всегда такая была, нахмурился Шакадай. Куда еще худеть? и так с диет не слезает, ходит, костями гремит. Чачо, мчащийся впереди, сутулилась. Услышала и смутилась. Возмутилась бы хоть в стиле бабушки Йошина, на человека бы стало похоже. Закончили упражнение, доходяги, скомандовал Конохомыру. Начинаем спарринг. Грибаные и ноши против сына Хакаги. Атакаги. Пробормотал что-то непонятное Шиначику. На этот раз его удостоили взглядами и чачу с Наджином. Последний даже не поленился процедить сквозь зубы, не понял? Он спит, что ли, на ходу? Свой любимый кофе не выпил? Скорее, таблетки, хмыкнул Шакадай. И почему это кофе свой? Свою же. И на сегодня тоже определенно тупил. Кого первого вынесут, пойдет на турник подтягиваться. Вопросы есть? Конах и а если машину вынесем, — поинтересовался Шакадай. «Можно мне тогда уйти на треню?» «Молчать, дебила кусок!» «Седьмую команду уже бросают за периметр, а вы тут жопой протирайте!» «Ну ничего, я еще сделаю из говна шиноби!» «Да не тянем мы на лучших!» — прошипел Наджин. «Все из-за этой черномазы!» «Не начинай!» — простонал Шакадай. «Инаджин, пожалуй, ты должен принести извинения!» Отрезал вдруг Шиначику. Шикадай покосился на друга. Тот в очередной раз за утро неестественно замер, не мигающе уставился на Инаджина. Вот только Наджин тоже умел играть в гляделки. «Ровняйся!» — смотрел она. Рыкнул Конохомыру. «На исходную!» Шикадая поплелся на середину полигона. Традиционное построение Иноши диктовало ему занять позицию по центру. Чачо, их вроде как танк в розовом кимоно, разместилась справа и на джин за спинами. Перед ними остановился Шиначику безмятежный с виду, вот только он никак не мог найти равновесие в гита. Честное слово, как на фестиваль вырядился ли, скорее, из психобольницы удрал. Можно сбежать из дурдома, но дурдом не сбежит из тебя. Шинайчику принял низкую стойку. Правильно, на полусогнутых отпрыгнешь быстрее, чем на прямых ногах. Левая опять качнулась. Да разуйся же ты, наконец. Начали. Прозвучала команда. Шикадай прищурился, ловя каждое движение Шиначику. Вот сейчас он расцеплится клонами, главное вычислить и не потерять из виду настоящего. Поймать в теневой захват. На тупенькую чачу надежды мало и Наджин сам решит, что делать. Ему вообще приказывать нельзя, все ханет еще. Но Шиначику не двигался. Таращился почему-то именно на Инаджина, стрелял глазами по сторонам. Будто от Инаджина можно было ожидать дальней атаки с флангов или с воздуха. Или ушины новая тактика? Стоять на месте и считать ворон Шикадая, в принципе, устраивала. Так и будете пялиться? Спросил таки через пару минут Конохамыру. Шикадая обреченно сложил пальцы в печать теневого захвата. Почувствовал холод и тьму под ногами, словно продолжение себя. Свое черное я. Ощутил в нем точки тенкицу, пустил чакру. Вытянул теневое тело в эластичную тугую ленту, Раньше такие преобразования отзаварилась болью, словно Шикадай деформировал самого себя. Потом привык. Тень выстрелила к ногам Шиначику. Тот подпрыгнул, уже в полете неуклюже завалился и врезался в ближайшую мишень. Шикадай перебросил туда тень. Шиначику опять отскочил, метнул два сюрикена. Шикадай увернулся от одного, Чачу отбила второй, с криком понеслась в атаку, махая руками. «Куда прешь, корова?» и хмыру. Шиначку, стелясь почти по земле, проехался ей навстречу и сделал подсечку. Чачу загремела в траву. Шикадай отклонил тень, словно стрелку в часах. Шиначку оказался быстрее, увернулся, по широкой дуге приближаясь к Инаджину. Опять не сводил с него глаз. Ждал Чигато. Дождался. Инаджин с видом как минифс задолбал и сложил пальцы кольцом и наставил на Шиначку. И оба упали, как подкошные. Потом Шиначку поднялся, брезгливо отряхнулся, подошел к Инаджину и направил на него куны. Обернулся к Конхамару и со знакомым сарказмом протянул. Имануку выбал. Разрешите ему удалиться на подтягивание. Технически, это ты, Яманука, заметил подпирающий ворота Конхамыру. Сейчас это несколько спорно, возразил вытеснивший разум Шиначку Инаджин. Ваш вердикт. Валяй махнул рукой Куна Хмыру. Как всегда, драться зассал. Шиначка убрал Куна пошатнулся и замер в нелепой позе. Приходил в себя. И вернулся в сознание, миновал шиначку, мазнул по его ладони пальцами, якобы изобразив печать примирения, и гордо удалился к турникам. Вот же козлина. Продолжаем. Чего встали, дебилы? Акимича, быстрее вдупляй на исходную. Чего разрался? ты же тренер, тьфу, наставник, ты не кричи, а объясня, как надо. Но в чем Конахумару был прав, так это в том, что сейчас творился истинный дебилизм, участвовать в котором Шакадаю не улыбалась. Не видел он смысла в службе ниндзя. Он позволил упечь себя в академию исключительно, чтобы не расстраивать деда, тот все уши прожужжал байками о своих друзьях и на чозе об их легендарном построении, о том, как они ели из одного котла и готовы были идти друг за друга на смерть и желал такого же воинского братства для внука. Но что-то пошло не так. Шинайчику с силой потер виски, поддавшись общей атмосфере, дебильно улыбнулся, прошу прощения, не ожидал, что так легко подчинюсь техникам Яманука. Или на стал сильнее с последней нашей встречи. Шикадай, Чачо, если вы знали, что он примет перенос разума, почему не подстраховали его падение? А надо было? И на привычно не отреагировал болтался лапшой на турнике и делал вид, что подтягивается. Отлынивал, пока Конохамара не смотрел в его сторону. Шикадаю тоже хотелось откосить. Шинайчику явно не в себе, Чачо будет прилежно выкладываться на этом никому не нужном спарринге, и все затянется до беда. Как бы Шикадаю подставиться и выбыть из борьбы, но так, чтобы никто не просек. Он подошел вплотную к Чачо, шепнул, воды не найдется. Если только чай, она достала из-под сумки термос. Шикадай отвинтил крышку, сморщился от густого запаха трав. Опять как эта дрянь для похудения. Касаясь на коны химару и шиначку, отпил глоток, будто изнывал от жажды, а после щедро вылил остатки на землю. Вернул опешивший чачу термос со словами «Тактика 5». Тактика 5 – это использование магнитной бури, чтобы зарядить песчинки и поднять их в воздух и провернуть под пылевым прикрытием то, что необходимо. Сухая земля не проводит электричество, но вот пропитавшаяся жидкостью легко. Хорошо, проблил чачо. Верь мне, я поймаю шиза. Хорошо. Начали. Крикнул Конахамыру. Шинач куринулся в бой с Кунаем на готове. Какие-то базовые атаки, опять без клонов. Шикадай не успел с тенью, противник слишком резво шел на сближение. Стихии молнии весенняя гроза. Разряд ломаной вспышкой пролетел между Шакаде и мнёшимся на него Шиначику. Дура. Опять Чачу ничего не поняла. Шиначику отскочил от колючих всполохов электричества, сложил печати. Тоже Райтон. А у него откуда? Но его техника не получилась. Стихии молнии магнитной бури. Сообразил Чачу, крутанувшись вокруг оси и двумя сжатыми пальцами направляя от себя упорядоченный заряд. В воздухе заискрило и затрещало. Мокрые от чая пылинки взметнулись ввысь, скрывая трех противников подобие вихревой бури. Шикадай, вовремя закрыв лицо рукавом, материализовал свой клон, накинул на него личину шиначку и приказал схватить себя за горло. И оба вылетели из клуба в пыли под ноги Конахмыру. Я победил, прохрипел псевдошиначку, продолжая душить Шикадая. Вольно разрешил Конахмыру. Стихи ветру ветреная коса. Донесся голос настоящего шиначику. Это еще что за зверь? Пыль разметала резким порывом воздуха. Шиначку сидел на коленях, с удивлением глядя на свои руки. Чачу стряхивала искры с волос. Т.Ц. Шикадай развоплотил свой клон, пока с того не слетела Хинги. Откашлялся, сплевывая скрипящую на зубах пыль. Тебя клон поймал, заметил Конахамыру. Настоящий вон там. Ветер, с идиотской улыбкой прошептал Шиначку и блаженно зажмурился. Была команда вольна, Шикадай смотрел на Конохамару абсолютно честными глазами. «Разрешите выполнять? И что из вас вырастет?» Сплюнул под ноги Конохамару. Добил, а Норик и сыкла. «Команда мечты! И какая такая шваль постановила, что вас должны воспитывать в Я вам еще и сережки должен дарить, как целком каким. Не заслужили». Шикадай уже ускакал к турникам по пути потрепав по плечу шиначку и сложив по быстрому печать примирении. Чачу отвернулась от него, как от предателя. Начали. Инаджин откровенно пинал балду, усевшись на верхней перекладине турника, как на насесте. Шикадай достал карафон и написал пацанам, что к девяти утра в тренажерку не успеет, так как его загреб Сенсей. Зло покосился на кона Химару, который, в свою очередь, с тоской глядел как Чачу и Шиначику носятся друг за другом с кунаями. Шиначику вроде как приноровился к Гита, временами даже двигался довольно ловко. И предпочитал какие-то скользящие, низкие движения. И постоянно уходил на фланге. Чачу махала кунаем, как девчонка. Кун не выдержал и закурил, живо напомнивши Камару. Но правильно, отец в этой вредной привычке подражал своему наставнику и по совместительству дядьки Конохамыру. Именно у них похожие, и дуболомство тоже может поэтому шакада из первого дня не взлюбил енсси а потом еще и слухи дошли что кон ихуймаррусару по малолетству чуть в тюрьму хазуки не загремел и вообще у него там все мутно было спасли только связи деда хокаги как его такого почти уголовника допустили до воспитания детей в конухе стало совсем плохо с кадрами шанайкудо выпендривался Чачо прихлопнула его увеличенной рукой, хотя она и стеснялась этой техники, потому что некрасиво. Порыв. Шиначику набрал полные щеки воздуха и резко выдохнул щекурой. Чачо отбросила ударной волной. Шинайчик метнулся к ней, но Чачо извернулась и скрутила его руку в болевой захват. Шиначку рухнул на колени, она толкнула его на землю, прыгая верхом на спину и продолжая заламывать руку. «Это что за порнография?» сподобился на вопросы Наджин, явно намекая на неуклюжесть Шиначику. «Ты тоже заметил?» — отозвался Шакадай. «Я его уже таким подобрал. Верни, где взял и притащи оттуда нормального». В словах Инаджина был резон. «Может, стоило все-таки проводить друга в больничку?» Шиначику пытался выползти, зацепил ногой ногу Чачо, оба выркнулись на бок. Шиначику странно изогнул вторую руку, я догадываюсь, что он хочет провести удушающий прием, и Наджин нахмурился, но у него же руки так не согнутся и не дотянутся. У нормальных людей они так не гнутся. Где его Тадюцу? Может, он пытался в пьяной стиле? Упоротый стиль Узумки, отмахнулся Шакадай. Наконец клубок телефона распался на двух генинов, отползших друг от друга и тяжко дышавших. Шиначку яростно растирал руку, возвращая ей чувствительность. Чачу отдувала челку с лица, без особого успеха. И снова вдарила весенней грозой. Шиначку сгруппировался, блокируя атаку чистой чекрой, выпущенной по всему телу. Иначе ожогов ему было бы не избежать. Контратакуй футаном, чего тупишь? Себе под нос процедил на джин. Шиза оправдывает свое имя. Он сегодня как в коматозе. Может, его опять борут и динамит. Ты хочешь об этом поговорить? Остро глянул на него Шикадай. Не в жизнь. Вот я о том же. Шиначка умудрился пнуть в сторону Чачу пыль с земли. Она прикрыла рукой глаза, техника прервалась. Шинайчику поднырнула из низкой стойки с кунаем в руке, Чачо выбила оружие ногой. Классный прием, Шикадай даже присвистнул. Давай, Чачо, все феминистки страны на тебя смотрят. Себя имеешь в виду? Съязвил Наджин. Пока Шинайчику зависал, Чачу зарядила ему в ухо мгновенно увеличившейся лапищей. И ее противник вместо того, чтобы валяться в десятки метров с порванной барабанной перепонкой, исчез. Со спины Чачу скрутил и прижал к горлу куну и второй шиначику. Теневое клонирование. Ну наконец-то. Когда успел, неужели пока Шакадай отвлекся на трепсы над женом? Вот только Чачо, как выяснилось, успела отвести руку назад и теперь прижималась рекен к верхней части бедра Шиначику прямо в той стратегической точке, где проходила одна из крупнейших артерий. Нича. Шиза, не подкрадывайся к девкам со спины. Хохотнул шакадай. Лишь от самого дорогого. Противники расцепились, соприкоснулись пальцами. Шинайчику, вольно, конах и мру, как всегда руки в брюке, в развалочку ушел от ворот. Учитесь, дебилы, вас тут же льет, фору дают, а вы даже так продули. Худосочная моя, как единственная сдохшая но забравший с собой врага, в награду получаешь спарринг со мной. Отработаем приемы на кунаях. Готовься. Мицуки, уставший и поминутно заходящийся в кашле горло соднило от пыли, уселся спиной к столбу турника. Грудная клетка ходила ходуном, в ушах шумела, рука мылая и не регенерировала, а чакра текла неровными толчками, к тому же он привык выпускать ее иными маршрутами, поэтому сейчас все точки Тенкинсу болели словно Мицуки пытался застегнуть слишком крупные пуговицы в маленькие, не по размеру, прорези. С той лишь разницы, что речь шла не о ткани, а о его плоти. Давно ему не было так тяжко. И нож сражались диаметрально противоположно тому, к чему он привык. Чачо с косметическими целями находилась в режиме бабочки, но билась райтоном. И Джин виртуозно сломал его ментальную защиту, но, кажется, ничего неправильного в мозгах Мицуки не обнаружил. Конах и не приговаривал Коре. И как себя вести в подобной ситуации, Мицуки не знал. Но помнил уроки родители, если сведений для принятия решения не хватает, затаись. Наблюдай. Жди. А вдруг у Мицуки обострение прогрессирующей шизофрении? Может, это он сейчас заведет себя неадекватно в глазах окружающих, а не они в психических отклонениях он не очень подкован, следовало подсчитать определенную литературу или обратиться к специалистам. Гендюцу. Академическая Кай. Не помогала. Ток чакры без того разболтался, но Мицуки решил разупредачить его окончательно, чтобы сбить любое вплетеное гендюцу. Закрыл глаза, поймал один из потоков чакру за хвост, перенаправил в обратную сторону. Второй закрутил в циклическое движение. В рваном ритме несколько раз активировал заглушил темкицу. Энергетические меридианы жестко болели. Чакра внутри взбунтовалась, шум в ушах превратился в тонкий звон. Перед глазами начало стремительно темнеть. К горлу подкатила тошнота. Митсуки откинулся спиной к столбу. Холод металла, коснувшийся разгоряченного тела, мигом заставил передернуть плечами и прийти в чувство. Митсуки неосознанно сжал пальцы за грибы подли себя землю в горсти вдох выдох вдох выдох дышать глубоко животом задействовав диафрагму. ровный ток чакры начал восстанавливаться слабость и дурнота отступили он огляделся вокруг простирался тот же полигон худая чачу билась конных и сеем у которого из кармана выглядывала пачка сигарет Рядом озадаченный тер подбородок Шикодай, одетый в черный спортивный костюм, чуть выше, верхом на перекладине, скучал и на джин. Ничего не поменялось. Ни иллюзии. Что же тогда? Другой мир. И другое тело, которым с непривычки сложно управлять? Но которое хотя бы пользует стихию ветра, которой Мицуки обрадовался больше, чем радовался возвращающемуся после загулов Микадзуки. Или имеет место быть психическое расстройство? Не случайно Шикадай звал его Шиза. Рациональным было бы сдаться Ирионином, но так как вопрос заключался не в проблемах с телом, а в проблемах с сознанием, Мицуки почему-то, как бы сказал Барута, стремался. Было в этом что-то унизительное. Обратиться к родителю? Мицуки привычно повел запястьем, вызывая змею для сеанса связи, но Хиро не появилась. Как он мог забыть? Привычки оказались сильнее него, и опять по сердцу словно холод прошелся. Словно у него отняли или руку. Словно чего-то не хватало. Но предаваться унынию категорически запрещалось. Следовало срочно найти родителя. Часом ранее Мицуки пришел к выводу, что тот скорее всего в Канохе, присматривает, как драгоценные дитя, помещенные в новый сосуд, реабилитируются. Хотя нельзя исключать вероятность, что за Мицуки надо присматривать по иной причине, неадекватности. В любом случае, если родитель где я остановился в Канухе, то в квартире, которую он снимал для Мицуки. В первую очередь необходимо наведаться туда. А если там никого нет? Взгляд метнулся налево, где за кронами буков возвышалась верхняя кромка стены, опоясывающая Канаху. Мицуки уже смекнул, что все вокруг называли стену периметром, выйти из-за которой считалось нетривиальной задачей. Не сказать, что и раньше Мицуки Генин при исполнении мог покидать деревню по первому желанию. Сначала следовало подписать разрешение в штабе. Значит, если он не отыщет родителей в квартире, он сходит за увольнительной, по и уже ближе к вечеру отбудет в деревню скрытого звука. В родную лабораторию. Вспомнилось приглушенное сияние от светильников в пастях декоративных змей. Горы, что смотрели в окна верхних ярусов. Зимой наметалось снежные шапки, ветер завывал, и наст морозный вкусно хрустел под шагами Джува, который частенько уходил в леса, пока Мицуки провожал его взглядом из окон. А еще в лаборатории пахло обеззараживающими средствами. И в любом кабинете можно было отыскать интересные свитки и пухлые тома. Тихо гудели системные блоки, теплые, а поэтому сверкающие, и в холодные дни Мицуки прижимал к ним ноги, чтобы согреться. Дом. Мог ли он назвать лабораторию домом? Там были Сугицу, родитель, Лок. Там Мицуки, полураздетый и замерзший, часто лежал на кушетках под стерильной простыней, под капельницей. Или истыканный катетерами и дренажными трубками. К боли он привык, она была его верной спутницей с самого появления на свет, и он не боялся ее так, как, оказывается, боялись другие люди. Лаборатория всегда оставалась постоянной, и когда мир вокруг обернулся зыбким и ненадежным, Мицуки потянула в Атагакури. Или сперва все-таки найти Барута, который лежит на раскладушке у которого дома хозяйничает Кара? Боль, как выяснилось после сражения с Дипой, сложнее переносить, когда не уверен, что с Барутой и Сарадой все хорошо. Шиза. Мицуки повернул голову. К тому, что к нему обращаются по его диагнозу, он тоже привык. А чего ты сразу не подставился, Чачо? Тихо спросил Шикадай. Вы был бы и чилил с нами. В первоначальных условиях поединка такого озвученного не было, возразил Мицуки. Шикадай фыркнул. Сегодня он напрягал Мицуки так же, как в первые дни знакомства. Тогда Мицуки не мог отделаться от ощущения, что в Шикадай его сканирует и просчитывает. Потом гнев сменился на милость, они сдружились, но сейчас недоверие вернулось снова. Заскрипели ворота и Марусинси и Чачу остановились. Мицуки только сокрушенно вздохнул. Его уже ничего не вводило в шоковое состояние. Что удивительного в заявившемся на полигон Коваки без персинга, без татуировки и цифры 9 на щеке, зато в очках с роговой оправой. Татуировку можно свести, прокол ушей и брови. Стоп, а они в принципе затягиваются. Пробил в знаниях непорядок. Приветствую. Махнул рукой Коваки. Здравия желаю, Кунах и Марусинсей. Вольно, боец. Здорово. Бросил Шакадай. Привет, прошелестел Чачо. Мицуки ограничился тем, что склонил голову и улыбнулся. Шиза, ты чего трубку не берешь? Кавыки обучался. Мы тебе обзвонились. Хорошо, Сенси высмотрел на расстояние. Он тебя пришибет. Сам ведь вызвался показать нам, как использовать природную чакру рассвета, договорились встретиться за Угодями и на пустыре. Так какого ты -то тут торчишь? Мицуке было нечего ответить, потому он молчал. Его сенсей был рядом с ним. Только это, как понял Мицуке, уже чужой сенсей. Акаваки прибился к седьмой команде, когда руководство перешло к дослужившей Садачунин заради. Сенсей у Каваки не водилось по определению. Пустырь за Угодями и музыка». Уточнил Мицуке в двадцать шестом квадрате. Ты должен был быть там еще до восхода солнца. Барут рвет и мечет. Барут и может, хихикнул Шакадай. Даже с бракованным Бьякуганом. Некоторым волноваться нечем, отозвался со своего насеста Инаджин, хотя, кажется, обращался он исключительно к Шакадаю. Ша Ши за себя пяткой в грудь бьет и орет, что у них отношения. Так что его не трону. Шикадай ухмыльнулся, так, отставить поганить мне тренировку. Повысил голос Коноха и Марусинсей. Кавыке, забирай шиначку и шагом марш от Сейдова. А Мицуки мучительно пытался разобраться в происходящем. Барута! Он не ослышался. Ты отведешь меня к Барута? Он вскочил на ноги и двинулся к Кавыке, даже не дожидаясь ответа. Мицуки представить не мог, что будет радоваться ему больше, чем Футану, Микадзуке, Шикадаю и Конаха Марусинсей вместе взятым. Погнали уже, Кавыки развернулся, и Мицуки уткнулся в герб на чужой сине без рукавки. Белый веер с красной каймой. Каваки, а почему? Почему мон? Камон, мон семейный герб. Учха? А какой еще? Уже в голос смеялся и на джин. Логотип кары. Учха, узумаки, хьюга один хрен, Кавыки повел плечом. Пошли, шаза, от оборота барута нас точно в асфальт закатает. Глава 4. Лунная сука, незадолго до рассвета Минмузы Умаки проснулся от странного шума, доносившегося со стороны комнаты сына. Кажется, названивал карафон. Потом снаружи что-то с грохотом упало. Минму усилием воли поднял себя с нагретой постели, выглянул в окно. В предрассветном сумраке шиначку неуклюже переваливался через забор. На тренировку торопился. Совсем как Минму в свои золотые деньки. Он с ностальгией вздохнул и вернулся досматривать сон. Жена не проснулась, только перевернулась на другой бок, заворачиваясь в одеяло и что-то невнятно бормоча. Девятихвостый внутри тоже помалкивал. Все спокойно. Минма напрочь забыл об этом эпизоде, тот вплыл в память лишь тогда, когда сын не спустился к завтраку. Его обувь осталась аккуратно стоять у порога. Окончательно стряхнув с себя дрему, мимо смекнул, что в шиначку мог бы выйти через дверь, как все нормальные люди, а не перелезать забор. Боялся нас разбудить? Предположила жена, заливая кукурузные хлопья молоком. Помнишь, он вчера предупреждал, что уйдет затемно, экспериментировать с природной чакрой? Возможно. Шиначку иногда слишком покладистый. И в стремлении быть удобным и неконфликтным, порой выдает парадоксальные результаты. Жена убежала в госпиталь на смену, там заступали ни свет, ни заря. Дочь прыгала бабушке-дедушке с ведерком клубники. Разбили они с супругой на заднем дворе грядку якобы для детей, а теперь не знали, куда ягоду пристроить. Сами наелись до отвала и забили весь морозильник. А мама обещала сварить джем по водоворота. Всю зиму теперь будет подкармливать своими малосъедобными десертами с перцем и имбирем. Так или иначе, в самом безмятежном расположении духа Минма все же решил заглянуть в комнату сына. Конечно, он уважал его личное пространство и никогда бы не нарушил, но он осторожненько одним глазком, исключительно в целях безопасности. Шинайчику не заподозрит, шина бимима или как? В комнате осталась неубранная кровать, на полу валялся каравон на дальнем стуле одежда, которую сын обычно носил, темные штаны, бордовая футболка, зеленая спортивная куртейка. Что же он, на тренировку в домашнем умчался? И босиком. Последнее предположение почему-то взволновало больше всего. Что-то шло не так. Уже в рабочем кабинете Мимо открыл шкаф, чтобы его на верхнюю полку бунта. Бунта коробка с едой. Машинально поднял в иной раз слетевший с вешалки плащ Хакаги, который надевал только в официальных случаях. Почему дома ничего с плечиков не падает? Накатим. Гаркнул валившийся в кабинет Шикомару. Опоздал на пять минут, укорил Минмы своего советника. За что ему это наказание? Шикамару мировой мужик, но деловых качеств в нем и под лупой не отыскать. И ведь не поговоришь с приятелем об этом, так как всерьез не воспримет, не припрешь к стенке и не сделаешь выговор, так как обидятся, и не сместишь с должности он тут по блату, как и все нары. Когда Минма подписывал приказ о назначении Шикамару, и он был слишком зеленым, чтобы всечь, во что это выльется. Да, все равно никого нет, фыркнул Шикомару. А день длинный. Лето только началось, а уже жарит как не в себя. А за углом пива по акции, холодное, банки запотевшие. Шикомару, перебил Минма, проходя к столу и запуская почтовый клиент на ноутбуке. У тебя сын когда-нибудь сбегал? Друг пожал плечами, он и так дома не живет. А, извиняй, Минма удалил рекламную корреспонденцию, четыре письма переправил по локальной сети аналитическому отделу. При этом старался не потерять нить разговора. А дочка? Уходила из дома босиком. Друган, ты на солнце перегрелся. Илюша ночам начался подростковый период. Поздравляю, у моего оболтуса он всю жизнь идет. Не загоняйся, прибесится твой малый. Давай пивка для рывка, а... Мимо выудил две папки из лотка, закинь аналитиком. И сразу чеши на рабочее место. Не забывай, что в три пополудни намечаются важные гости, и добавил мысленно, что штупах передрючила. Жена правильно напомнила, вчера за ужином шинатчику предупреждал, что уйдет до рассвета. В час, когда природа только пробуждается навстречу новому дню, чакра так бурлит и так наполнена жизнью, что даже непосвященные в технике отшельника могут черпать пену с этой приливной волны. И наставник седьмой команды решил показать ученикам, как с этим работать. Так что, по сути, ничего удивительного в отсутствии Шиначку не было. Но смущало то, что сын ушел, не обувшись и без карафона. Это минмоза просто мог забыть средства связи, но молодежь жизни без трубок не мыслила, даже в туалет с ними ходила. Куби, где он? Дернул он Лиса. Тот сонно тряхнул ушами над третьим полигоне. Наверное и правда беспокоиться нечем. Шикомару с папками под мышкой уже покинул кабинет, едва не столкнувшись в дверях с главой Анбу. Акихачиха в черном брючном костюме решительно прошагала к столу Хакаги, подала флешку. Ее появление в 9 утра не слило ничего хорошего. Что стряслось? Без расшаркивания спросил Минма, вставляя флешку в гнездо ноутбука. Нападение на тука отчеканила сестричка Акиха, Надеюсь, не надо напоминать, за какой сектор она отвечает. Восточное побережье, мимо Найска изглянул содержимое флешки. Отчеты, фотографии с места происшествий, медицинское заключение. Видеофайл. У, ю, здорово только подрезали, но, гляжу, обошлось? Да, но нападение на агента Учиха при исполнении. Кому и зачем это понадобилось? Нас раскрыли. Акиха уперлась кулаками в стол, наклоняясь над экраном. Ее длинные черные волосы, перехваченные ободком, чтобы не лежали буйной гривой, скользнули по крышке ноутбука. Обрати внимание на съемку. Нападение случилось на территории парка, там ведется видеонаблюдение. То ли нападающий об этом не знал, то ли специально хотел нам продемонстрировать. Мимо запустил запись. Качество съемки, тем более ночью, оставляло желать лучшего, но юнотука, высокую и с двумя косичками, он узнал, кажется, и полгода не прошло, как он посвятил ее в Джанины. Только крутилась на месте и выжигала все катоном, только вокруг не наблюдалось ни души. Никто не нападал. Она словно отбивалась от призрака. Потом шар огня, вероятно, задел камеру, и изображение прервалось. Гендюцо, что ли? Предположил Минма. Гендюцо, которая захватила Учха? Хмыкнула Киха, только если это мастер шаринга на уровне Итачи, но Итачи здесь ни при чем, я уже связывалась с ним. Привидение? Совсем уж хохотнул Минма. В детстве он в них верил и жутко боялся. Не смешно. Привидения не рассекают и ремную вену с Урикиным. Кровотечение еле остановили. Мои люди проведут расследование, но понадобится два допуска ранга. Наши научиха ее Выпишешь. Не вопрос, кивнул Минма держи меня в курсе. Надеюсь, нападавшие все-таки не знали, что только наш агент. Типа произошла случайность. Хотелось бы верить. Сегодня Ацуцуки заявятся, не буду тебя отвлекать. Держись. Сестричка подбодривающая кивнула. С Акихой всегда было легко. Не знаешь о цели ее визита? Понятия не имею, слуковил Минма. Совсем капельку, чтобы Акиха его не раскусила. Семью навещает, да и фестиваль фейерверков на носу. Это официальная версия, а что за ширмой? Случайно не? Сверху раздался стрелка от геликоптера. Геликоптер-вертолет. Ну что за дешевые эффекты? Старая канаха небольшая, от поместья до резиденции можно пешком добраться, на крайний случай в Паланкине. Ну вот так, на геликоптере. Мину вскочил из-за стола, рывком выдергивая флешку с конфиденциальной информацией и пряча в карман. Замер у окна, будто бы ничего не подозревая и протирая от пыли листья фикуса. Позову Шикамару, кивнула Акиха и не успела. Спуститься с крыши до кабинета Хакаги на последнем этаже делаю десятка секунд. В дверь, даже не стуча, вошла она. Гости. Узкая ябка в пол с умопомрачительным разрезом, деловой пиджак в облипку с глубоким декольте. Таким, что на обозрении выставлялось кружево белья, безупречная стрижка или неожиданный для сегодняшней жары меховой воротник на отвороте пиджака, лиса чернобурка. Кьюби проснулся и с рыком заворчал. Отрицательные эмоции ударили и самого Минму, но он лишь деланно улыбнулся. Гостья без приглашений прошла к столу, и Акихи пришлось посторониться, давая ей проход. Уселась во вращающиеся кресла Минмы, закинув нога на ногу знакомые все лица, лениво протянула, давненько в Канохе не сменялся правящий аппарат. Не находите? Это уже смахивает на авторитаризм. И тебе доброе утро, Хинута, вздохнул Минма. Хинута Асуцуки, в девичестве Юга, супругу самого влиятельного человека на Земле технически на Луне, то он есть в рамках их планетарно-спутниковой системы в Канохе знали и побаивались. На словах она обещала выбивать преференции скрытому листу, как своей родине, лоббировать их интересы, но на деле почему-то выполняла роль жандарма. Против диктатуры Луны выступать не рисковали, все помнили Ивагакури, которые взбунтовались и были сравнены с землей. Кума прогнулась под нового хозяина, Суна закрыла границы, Кири, те в результате природных катаклизмов ушли под воду, и в чем-то им больше всех повезло. Не дожили до такого даже изнешены би фактически в резервациях. Как бы то ни было, Хинуту называли госпожой с Луны суровой хозяйкой, а за глаза и в разговорах на кухнях луны сукой. И эта самая сука недавно пожелала навестить батюшку. И попутно в программе ее официальных визитов на три часа дня значилась резиденция Хакаги. Так почему Хинута явилась раньше? И этот воротник из темного лисьего меха, девятихвостый при пересадке от матери к Минме приобрел явный перекос вайн. Часть янчикры была затрачена на поддержание жизни кушаны, и тут а выкарабкалась исключительно благодаря регенерации узумуки. Но в результате лис стал черной масти. И когда Мин окутывал покров хвостатого звери, волосы тоже из светлых превращались в темные, а глаза окрашивались в красный. Прости, что не встречаем, мне не доложили о твоем раннем, э, прилете, на вскидку бросил Минма, Чувствую, что вообще-то готов облачиться в покров лиса. Кью рвался с привязи. А твоего секретаря нет на месте, пропел Хината. Увули его. Со своими людьми, с твоего уж позволения, я разберусь сам, Минма уселся на место для посетителей. Теперь их разделял только стол. Захлопнул рукой ноутбук и притянул к себе для пущей безопасности. Не бойся, твои фото в стиле и домашнее видео смотреть не буду ни к чему, раз в любой миг могу раздеть тебя биякуганом, Она изогнула ярко-красные губы в хищной ухмылке. Ты не растерял форму. Хинута. Охватку. Раз твои же подчиненные сбегают с рабочих мест. Тебя так зацепило отсутствие шикомару. Кофе некому подать. Акиха принесет. Ни единый мускул не дрогнул на лице Акихи, и не вспыхнули черные глаза, но Кьюби вдруг заскулил. Пить вашу бурду себя не уважать, Хината вскинула руку ладонью к Минме, упреждая его реплику. «И чай предлагать не надо. Я только что с домашней чайной церемонии, вряд ли твои распустившиеся сотрудники смогут меня удивить. Как поживает благородное семейство?» Брякнул Минма, лишь бы не молчать. хинуто изящно сложила руки перед собой. «Тебе лучше знать, они же в твоей юрисдикции», — подняла взгляд на Акиху. «Ты еще здесь?» «Сгинь». Акиха, «Оставь нас, пожалуйста», — обратился к ней Минма. «Как прикажите, господин седьмой», — кивнул Акиха. После ее ухода мимо сел чуть свободнее, кашлянув, спросил, «Предложить тебе ликер?» «Из храмовых виноградников Красных Гор». «Презент от самого Даймё». «Старый слентей Мадука по-прежнему дает взятки алкоголем», — прокомментировала Хината. «Предложи», Минму извлек из нижнего ящика тумбочки квадратные хрустальные стаканы, разлил по ним рубиновую жидкость, но сам пить не стал. Химата достала из сумочки и раскурила тонкую трубку с длинным манштуком. Потянула ментолом. «Ты на фейерверке? Мыши стран огня, они у нас лучшие в мире!» «Не хитри!» Химата выпустила колечко дыма. «Ароматный запах совсем не тот, что от сигарет Шикамару. Ты знаешь, зачем я здесь?» «Не, не знаю!» «Знаешь? Ох, лис, прищемить бы тебе хвост, так ведь еще восемь останутся. Не надо заниматься членовредительством, мне все мои хвосты дороги». Минма, она моментально стала серьезной. Будто сменила гриммаску, как в театре кабуки. Неделю назад на море засекли мощный выброс чакры. «А как?» Сделал вид, что заинтересовался, Минма. Даже и подался вперед. Хинута выдохнула очередное колечко дыма ему в лицо именно так. Тейсинган видит все. Тебе прекрасно известно, чем это чревато. Если Ацуцуки заметит чакру активность на планете, они явятся сюда. Зажатвой. Нам всем необходимо быть аккуратнее. Манипуляции с чакрой позволены только под защитными куполами, в пределах скрытых деревень. Твои шиноби не просто пересекли периметр, они засветились. Миссию за пределы Канохи ваши наблюдатели согласовали, Взгляд то и дело соскальзывал с лица хинуты на узорное кружево в разрезе пиджака. Сопровождение океанулого в места, где затонул скрытый туман. Где затонул в Из наших портов нельзя попасть в акваторию бывшей страны воды, не пересекая перед этим Узуши. Да, мои шиноби использовали чакру. Начался сильный шторм, они его усмиряли. В отчете прям так и написано. Он ждал ее реакции. Согласие или отрицание, если бы она действительно читала внутренние отчеты о миссиях, значит, в штабе завелся крот, что сливает информацию. Но Хинута в ловушку не пошла. Лениво стряхнула пепел в свой стакан с ликером, к которому не притронулась. Позволь поинтересоваться, что это за техника усмирения шторма, раз в сполохе были видны с Обычный, хотя мощный футон. Странно, что он вас так заинтересовал. Слушай, можешь, то, что видел Тейсинга на токопошении других шиноби, а мы их разыграли вслепую, использовали для отвода глаз. Мы сойдемся на таком раскладе. И он заговорщицки подмигнул. Перегнул палку. Хината выпрямилась, я пришла не сделки заключать, лис. Мне нужны ответы на вопросы. Что твои шиноби делали в районе Узуши? Что они отыскали или кого? И где она теперь? Цигнатура чакры была идентична артефактам Асусуки. Заметь, я по-доброму спрашиваю, памяту о совместном детстве. Даже боюсь спросить, как ты курируешь кума. Лучше тебе не знать. Итак, кто позволил ей права качать? Оскалился внутри к Юби. Кто она вообще такая? Давай я ее съем. Тихо, тихо. Итак, Мимо подхватил ее стакан, прошел к открытому окну и выплеснул испорченный напиток наружу. Я в курсе, что ты не суровая хозяйка, ты под колпаком у мужа. Но все-таки рассмотри мое объяснение. А... Чуть было не ляпнул объяснительную. Сопровождение Океанолова, усмирение шторма над водами Узыши. Ребята переборщили с Футаном, но они ж пока учатся. Так и передай. Это в твоих интересах. В моих. Хина ты расхохоталась. Они а в твоих ли? В лунный штаб приходил запрос о пересечении периметра и выполнении заданий командой номер 7. Ты же сам назначил номер семь команде своего отпрыска. Ты всегда был слишком сентиментален. И направил туда именно Зумаки, чтобы ловушки на него не сработали по праву крови. Хинута была права. Согласно древним обычаям, квартиру он еще мог считаться наследником крови. Вот дети Шиначку, в которых останется всего одна восьмая генов Узумаки Зумаки уже нет. Но Хина такое чего не знала. Кюби в предвкушении забарбил хвостами в запросах вашему штабу числится номер команды и, так сказать, по умолчанию, наставник Джинин. А я, если хочешь, предоставлю тебе допуск к реестрам составов команд. Хотя, ты могла узнать это дома, в кругу семьи, если б не подорвалась с чайной церемонии, а поболтала с родичами. Наставник седьмых твой братан Меджих Юга. Хочешь, чтоб его имя засветилось? Хината чуть склонила голову, что крылось за прозрачными, как слеза ребенка, глазами определить не представлялось возможным. «Дави ее дальше, дожимай!» — подначивал Кьюби. «Не переиграть бы! Эх, отца бы сюда!» Хотя да, вы с Наджи терпеть друг друга не могли, допускаю, что на него тебе плевать. А так в седьмой команде правда числится мой сын. А еще учиха. И Барута, тоже ведь Хьюга, ня!» Не многовато ли Хьюга на один малюсенький выплеск чакры с неопознаваемой сигнатурой? Барута тоже гениен. Понизила голос Хината. Вы с ума посходили? Барута же не видит. При желании это не мешает идти путем ниндзя, не тем более раз Барута хочет. Давно ты дома не бывала, Хината. Но, как говорится, Минму чокнулся своим стаканом с бутылкой и вылил содержимое из окно, ибо пить с утра верх дурного тона. Добро пожаловать в Канаху. Хлопнула дверь, в кабинет завалился улыбающийся Шикомару, урощи на ходу. А что, лунная сука уже? И осекся, увидев Хинату. Эм, ну, то он есть сука наша ощенилась. Уже. Породы борзе! Вздернула бровь Хината. Идеально ухоженные длинные ногти барабанили по столу. У Сакуры, как у хирурга, они всегда были аккуратно-коротко пострижены. Не, пастушьи, для оленьего стада, Шикомару поскреб в затылке. Вот думали с мужиками, как щенков назвать, хотел мимо спросить. «Эмбарго, изоляции и интервенции», — подсказала Хината. «Угрожаешь?» — устало поинтересовался Минма. «Обрисовываю перспективу. Когда муж узнает о ваших океанологических изысканиях, да еще в особо штормовые дни, самое меньшее, что он сделает временно запретит выдачу квот на пересечении периметра. В целях вашей же безопасности, «Подумай над этим, Лис. Оно того стоило. Ты тоже подумай над моим предложением, как же Минма достала вести эту светскую беседу и думать над каждым словом «дать тебе». Все непременно, Хината вальяжно встала с кресла, подхватила сумочку, на ходу достала карафон. Вынуждена отклоняться, меня ждут дела. Открытие сезона охоты на Лис», знаешь ли, важное мероприятие у аристократов, которое я не хочу пропустить». А я думал запендериться в барбекю, Шикомару с шутовским поклоном придержал перед ней дверь. Вспомнили бы Академию, а... Хинута. А тебе я точно забыла с превеликим удовольствием. Даже не помню, как зовут. Шикобака. Бакаи. Дурак. Выпросительный знак удачного дня. Выплюнула, как проклятие. После ухода Хинатой в опроваживание Шакомару на рабочее место слушать его извинениями Минма уже устал, он честно попытался забыться в работе, звонках, бюджетах и составлении графика Чунинов, но мысли разбегались, как разбегались в панике насекомые от шина. Накосячил пару раз, плюнул на все и завис, глядя в окно. Зазвенел карафон, высветил фотографию улыбающейся жены, обнимающей детей, и подпись «Сокурачин». Сакурачин. Сакурачин так он назвал ее в первый день в академии. Когда только увидел растрепанную девочку в одежке с чужого плеча, сироту и дочь погибшего смертью храбрых четвертого Хакаги. Такую серьезную и необщительную, волчонком глядевшую из-под длинной челки. Сразу захотелось ее причесать, откормить и отогреть. Мимо даже стащил из дома заколку для волос, у мамы этого добра водилось много, все равно бы не заметила, но так и не осмелился отдать Сакури. Взрослый, и в стенах Академии, и латочники на улицах ее жалели, подкармливали и величали Сакуратян. А он переиначил по-своему, чтобы звать так, как никто больше не зовет, Сакурачин. В детстве они были такие смешные. А потом, в юности, помнится, Сакурачин заявила ему, что он бегает за ней только потому, что и Чераски бегает, то есть из духа соперничества. Вот уж нет. Мимо запал на нее задолго до того, как начал во всем соревноваться со своим лучшим врагом и лучшим другом, как он, кстати, и где. Хотя предложение руки и сердца решился сделать только после того, как однажды во сне увидел свадьбу Сакуры и Чераски, почему-то одноруковое. Дело происходило в очереку, а сам Минма радовался и кричал слово поздравлений. Проснулся он в холодном поту, потому что Чераски, даже без руки, действительно мог отбить любую девушку. Странный сон, такой яркий, словно были, и мимо его до сих пор не забыл, а ведь только воды утекло. Эх, молодость. Слушай, нажал он кнопку приема звонка. Шиначан не звонил. Голос Сакура Нарочитый беспечный, звонкий, но чуть вибрирует. Нервничает. Мне он не отвечает. Нет, а что? Верно, она не знает, что в шиначику оставил карафон дома. На полу. Почему на полу? Швырнул в сердцах. Я звонила Ханочин, она уже вернулась от бабушки и дедушки, теперь собирался в школу. Принесла нам от них к ужину караги. Караги-курица, обжаренная во фритюре. Опять мама на варила кулинарных шедевров, а отец есть отказался, вот нам и скармливают, догадался Минма. Родители стали ворчливыми и несговорчивыми. Опять, согласилась Сакура, но отвлечь себя от главной темы не позволила. Ханачин сказала, что Шаначан не появлялся дома. Кьюби его засек. Он на третьем полигоне. Правда? У меня начинается обход, но часика через два отследи сына заново и набери меня, хорошо. Наберу. И не переживай, и глазом не моргнешь, как он заявится к ужину, уставший как собака и голодный как волк. Он у нас не инузыка. Тебе оно, конечно, виднее, протянул Минма. Дурак. Беззлобно рассмеялась она. В зеркало посмотри и сравни. Ладно, я побежала. И удачи. Держи удар перед Хинатой. Дома расскажу. Звонок прервался. Мимо вздохнул, потому что предпочел бы еще послушать голос Сакуры, забыть о нем, отрешиться от проблем. Они всегда поддерживали друг друга, как могли. Даже сегодня утром жена уговаривала, чтобы он не волновался о Шиначку, но, Выходит, сама себе места не находила. В воспитании детей обычно она сохраняла хладнокровие. Например, когда сыну прилетела качелями по голове, эта сакура деловитая молча собрала его, ревущего и размазывающего кровь, в госпиталь на снимок, тогда как Мин трясся, паниковал и чуть ли не сердечные капли пил. Может, у сына правды подростковый бунт? Сам Минма в его возрасте давает прикурить только ну. Воспитывался фактически на улице где пропадал все дни напролет. Мама только и успевала кричать вслед, куда? А ну вернись! Ты меня в могилу сведешь! Отказывался от фамильного герба и придумывал себе свой. Красил волосы. Сбегал из дома, назвавшись никому неизвестной фамилией отца. Позволил Кьюби поработить свое сознание, как со стороны, наблюдал его сговор с человеком в маске, а после наворотил форменную дичь. В том числе разрушил резиденцию и окрестности, за что потом был приговорен к исправительным работам. Ударялся в неформальную музыку, выпивал, даже было дело, шрамы себе на руках оставлял, пока Сакура не вправила ему мозги. Сказав всего лишь, что у него слишком благополучная жизнь, полная семья и достаток, потому он и бесится с жиру, и от скуки придумывает себе трагедию на пустом месте и раздувает до небес. Настоящего горя он не видел. Ей бы его проблемы пристыдило. С тех времен у Мимо осталась разве что татуировка во всю спину с мандалой девяти масок. Но, возможно, именно бунтарство, ошибки и набивание шишек и выковали из него в итоге настоящего защитника Канохи. Шинайчику не бунтовал никогда, рос уравновешенным. Где он, кстати? Кьюби? Кьюби, опять дрыхнешь. Вызови клонов и гоняй их, а меня не тревожь, зевнул тот. Отследи чакру лисенка. Юби вдруг навострил уши. Распушил хвосты. Минма. Да что же за проходной двор? В кабинет влетел Шикомару, за ним руководитель системы слежения чакры из Яманука. Срочное донесение. Хакагисама, мои люди засекли незаконные пересечения периметра, отрапортовал Кахан Яманука, молодое дарование, в столь юном возрасте уже ставший главой клана. В четвертом секторе. Десять минут назад нарушитель покинул Канахагакури. Сам виноват, что не приказал мне следить за щенком, одновременно оправдывался к Юбии, и умен гудел в ушах от каков ней голосов. А я лично на такое не подписывался. И догадаться не мог. Какие ко мне претензии? Личность установлена. Тряхнул головой Минма, сбрасывая образ прикрывшего нос лапами лиса. Да, Кахан весь подобрался. Это ваш сын, Шиначку и Узумуки. Глава 5. Барута юга идти за Каваки след вслед было делом привычным. Мицуки такое уже практиковал, когда их поставили в одну команду и пришлось присматриваться к незнакомцу, как он присматривался до того, к Барута, а после к Саради. Каваки раздражался, и процессы торможения его центральной нервной системы начинали превалировать над возбуждением. А Мицуки неожиданно для самого себя приходил к выводу, что ему нравится бесить Каваки. Этот Каваки тоже молчал, но вышагивал уверенно. А как держались уверены все, кто на памяти Мицуки носил на одежде герпучха. Кстати, об учха, Каваки, позвал он, ты, случайно, не располагаешь сведениями об отце Сарады? Он сейчас в Канухе. Кто? Каваки, не сбавляй хода, обернулся. Я что-то тебя не понимаю. Какой еще салат? Сарады. Салат. Вопросительный знак. О чем ты? Ты по неясным мне причинам носишь герпучха. Ты теперь фанат не только Наруто, но и Саски тоже. Мне необходимо встретиться с Саски Учха. Кавыки двумя пальцами поправил на переносице очки. Сараду и Карин предпочитали касаться душки. Нет никакого Саски Учха. Он погиб. Списки павших в ночь через нее меня заставляли выучить, что под зубов отскакивало. Я всех живущих и погибших Учха, как периодическую систему, наизусть знаю. У меня вообще очень хорошая память, обращайся. И если я говорю, что Саски очиха не существует и не существовало, этот ответ точный, а не мне кажется, но я не уверен. А как же? Сарада. Сердце ёкнуло. То, что Мицуки мог сойти с ума и неправильно воспринимать действительность, он готов признать. Но чтобы через призму искаженного сознания не поступала информация о Сараде. Чтобы мозг ее просто стер. Только не ее. Чачо, получается, его подсознание видеть хочет, а куда более важную зараду нет? Теперь Кавыки вместо нее. Опять же, очки. Или все-таки вокруг иной мир. Если так, то Мицуки необходим тот, что откроет портал домой в нормальную, а не помешанную канаху. Идеальная кандидатура со с, с Риниганом. Но если здесь Саске такой же неуловимый, как и всегда, Кавыки, а есть учиха с Риниганом? Каваки покачал головой. Что-то тебя сегодня колбасит, как электронно-волновая функция. Это из-за нашей крайней миссии. Тебя все-таки допрашивали Анбу? Или нет, но ты заранее распереживался. Послушай совет умного человека, если что, упрись, что ты генин, выполнял приказ, а решение принимал наставник. Думаю, сенсей с профессором Катаски уже допросили, кстати, я бы поставил Катаске 90 баллов за роль Океанолова. Он хорошо вжился, хвалю, хвалю. Но 10 баллов я ему все же снял за детскую энциклопедию про подводный мир, которую он таскал под мышкой. Это уже перебор. Как говорится в актерском призвании, если... Так что насчет Ринигана. Нетерпеливо перебил Мицуки. Кавыки опять поправил очки. У шестого был Риниган, но он его лишился, когда бился с Джигеном. Его голос на последнем слове сорвался. «Следовательно, мне нужно, чтобы кто-то из Учха пробудил Ринига». Рассуждал вслух Мицуки, не успевая сообразить, что из Учха остались только Сакурасан, которая по крови вовсе не учиха, а еще Сарада, которую тут не знают, или знают под другим именем. А если Каваки вместо нее, вдруг он? Каваки, а ты не можешь? Мицуки не договорил, что имел в виду пространственно временную технику, что теоретически могла передаться ему от Ишики. У меня даже Шарингана нет, отрезал Каваки. Я помогу пробудить. Не отчаялся Мицуки. Родитель обмолвился как-то, что эволюция шарингана коррелирует со стрессовым состоянием организма, а обеспечить кому-то стрессовое состояние Мицуки теоретически мог. Если сковыки не выгорят, есть вариант попробовать с Барута но это сопряжено с риском распаковки мамушики. Для начала следует хотя бы поговорить с другом. Повисло тягостное молчание. Они обогнули площадку с горками, барьерами и прочими конструкциями для натаскивания собак. В прошлом Мицуки не приближался лишний раз к владениям и музыкой из разлитого в воздухе секрета покриновых желез, характерных для псовых. Но теперь нос ничего такого не регистрировал. Дорожка пошла под уклон, нырнула во вражек, поросший терновником, вывела на пустырь. Мицуки остановился. Смотрел во все глаза, а внутри его потряхивало. Вдалеке застыл мужчина с длинными волосами, прижимающий к уху уже знакомый прямоугольник. У старого кострища, спиной к ним, на корточках, миниатюрного телосложения, протектор на шее, как у ковыки. Короткие широкие штаны, голубая кофта, ярко-красная дутая безрукавка. Барута. Мы пришли, известил Кавыке. Вижу, в этой реплике заключалось явное противоречие. Тот, кто ответил, сидел к ним спиной. Мицуки в упор не замечал Барута. Ему обещали Барута, но его тут не оказалось. Были только далекий мужчина, никак не отреагировавший на их появление, и медленно поднимающаяся с корточек девочка. Девочка, потому что с узкими плечами и со стройными ногами, у мальчишек Мицуки таких не наблюдал и голос девичий. До да боли в груди знакомый. Девочка резко обернулась, короткие сине-черные волосы хлестнули по щекам. Презрительно глянула активированным Бьякуганом. Шиза, ты где шлялся на? Мицуки охрип, каха, Химовре. Звездочка, 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 жизнь не была благосклонная к барутах юга. Она насыпала ей подлянок еще тогда, когда Тарасла в утробе матери. Старик Хяши, Чтоб его простатит задрал, не видел на месте главы клана женщину. То есть ее матушку Ханаби. Зато души не чаял в племя Шинаджи. Тот от природы получил идеально чисто бьякуган, безупречно овладел фамильным Тадюцой и в тригромах отжигалыш с 256 ладонями. Но вот незадача при рождении его здорово списали в утиль, ох, простите, в побочную ветвь и тащить его теперь в преемнике Хиаши не мог. К тому же мозгами мы не вышел, нельзя же быть идеальным во всем. А матушка принадлежала главной ветви, но не вышла тем, что у нее ничего не болталось про меж ног. Но старику пришла в голову гениальная мысль поженить их, чтобы Ниджи передал гены, как породистый бак производитель, а матушка совместно с мужем, а фактически одна руководила кланом. То, что они двоюродные брат с сестрой, а на деле могли считаться единокровными, так как их отцы-близнецы, а значит, ксерокопия одного человека, никого в клане их юга не колыхала. И родители поженили, как только матушка достигла хоть сколько-то не смешного возраста. Лунный цикл стабилизировался вперед, рожать новых гнистых. Но старейшины юга в своих расчетах где-то дали маху. Как потом скажет начитанный душнелковыке, близкородственное скрещивание промаха не дает Родственнички тщательно мониторили матушку и уже на ранних сроках беременности, когда формировались глазные яблоки, поняли, что чакра течет неправильно. Дадюцу будет бракованным. И даже пересадка биякуганов не поможет, сами энергетические каналы нарушены, рецидив наступит очень быстро. Матушки предлагали избавиться от неудачного ребенка, даже настаивали кому нужно позорное пятно на репутации клана. Химия. Химия принцесса, молодая госпожа, должна рожать качественных щенков, желательно, самцов. Нет, в прямую бору-то об этом никто не рассказывал, но она мастерски умела подслушивать у всех слабовидящих острый слух. Да и у нянюшки на с годами развился остеопороз. Остеопороз потери кальция в костях, из-за чего они становятся хрупкими, чаще всего возрастное заболевание. А первыми разрушились кости в языке да и вообще прислужники из побочной ветви тихо ненавидели представителей ветви главной, потому при малышке Барута не стеснялись в высказываниях. Может, и лучше бы было, если бы Ханаби ее не рожала. Но матушка заупрямилась, у нее тоже характер рогова. И она решила притащить дочеру в этот мир, который ее уже тогда не ждал. А старейшины сказали, что ребенку место в побочной ветви. Примерно в то же время и решили, что она мальчик и папашка Ниджи, не особо переживающий, что отпрыск попадет под печать, так как сам жил под этой печатью и ничего, надулся индюком. Первенец, еще и пацан. Глядите-ка, какой он эффективный осеменитель. И на собрании выдал, что дети будут звать в честь него Барута. Барута японское произношение словно болт, Наджи. Винт. Таким образом, оригинального Барута назвали в честь Наджи, и немножко, в плане созвучий, в честь Наруто. Матушка, если была против, после такого заявления во всеуслышание не могла что-то переиграть. А через две недели стало ясно, что никакой Барута не он, а она. Забавно даже. То, что Бьякуган формируется неправильно, это они рассмотрели, а с полом косикнули. Но дурной папашка имя менять не стал. Вот и родилась она, не получившаяся с первого раза наследница, Борутычин с диагнозом прогрессирующая дистрофия сетчатки с обширным поражением фоторецепторных клеток. Генетические отклонения, от которого, как известно, лекарств нет. В медицинских терминах Барута, все детство проторчавшее в больницах, шарила на раз-два. Что до матушки, то то в науке не секла, зато слепо вера в то, что можно спасти зрение дочери, ей было не занимать. Потому и таскала ее по клиникам и разным странам. Чаще всего они проходили курсы лечения в стране и земли передовой в сфере медицины. Сперва была традиционная операции, процедуры, сеанс и рьондицу. Матушка махнула рукой на Бьякуган, лишь бы зрение сохранить. Может, благодаря этому лечению до шести лет Барута худобедно в родских очках стал стенными линзами, но видела. И Бьякуган тоже пробудила на зло всем, уже и не помнила, когда стресса у нее в детстве было выше крыши, хоть жопу ешь. Часто ее везли на каталке по длинному коридору в очередную операционную, а мама шла рядом, держала за руку и подбодривающе улыбалась. Почему ты барута это ярко запомнила? А медсестры ставили ее в пример другим ревущим детям. Смотрите, какая смелая совсем не плачет. Барута плакала, но без слез. Когда традиционная медицина не помогла, пришла очередь нетрадиционной, то же самое лучше в стране из земли. Акупунктура, цигун и иглоукалывание. Благодаря этому еще примерно год Барута могла видеть цвета, особенно почему-то синие, и цеплялась за них, будто пытаясь на всю жизнь запомнить. И опять с ней рядом в больницах, порой в течение целых месяцев, сменяли друг друга матушка и нянюшка Нацу. Папашка не звонил, не появлялся я, как ваши пел няни, крутил роман Стентин. Но вроде это Тинтина выбивал им путевки на свою историческую родину, где у нее остались какие-то дальние сокровники. Барута -то тогда ничего не понимала, потому что крутить роман это как? Она тоже умела крутить в руках книжки, только это оставалось, ничего больше она с ними делать не могла, а разбирать на ощупь выбитые буквы сколько смертная. Но ей было чихать, где папашка есть ли он. Потому что в ее жизни всегда присутствовал дядя. Часто приезжал в гости, Ходил с ней на разные процедуры. А когда не был рядом, звонил и подолгу разговаривал. Особенно она любила слушать его сказки на ночь. И передислоцировался путник в комнату, а Юкина... Юкин и демон стужа, чаще всего принимает образ женщины с длинными белыми или черными волосами. Вот снаружи гостиница и шипит, типа, оно впусти, пурга начинается, задубею ведь, на твоей совести будет. А путник прошаренный был, сидит сам дрожит, а не открывает, держит оборону, а то войдет эта Б.Л. нехорошая женщина и все кишки ему выпустит. Как Эй, малая, ты там не обоссалась еще? Никак. Нет. Восторженно верещала Барута. Тогда слушай дальше. А задолго до этого, на самом деле, когда-то очень давно, на самой границе первых воспоминаний, матушка надолго уехала домой, из Барута остались нянюшка и навещающий обожаемый дядя. По правде, тот период она не запомнила, зато в памяти четко отпечаталась, как по возвращении в Канаху ее познакомили с братиком. Она наклонялась над колыбелькой низко-низко, поправляя сползающие очки на резинке и стремясь рассмотреть малыша почетче. Слюнявый, беззубый, смешной, как кукла. Мальчик. С правильным течением чакры в глазах. Наследник Хакута Хьюга. Он тогда засучил ручками и ножками, да как зарядил кулаком ей в нос. Ей бы его презирать и ненавидеть, а она втюхала с этого первого удара. А папашки рядом опять не было. Да и кому он нужен, тем более, много лет спустя, Барута заподозрила, что ее обожаемый дяди для братца Хакута и вовсе папа. Но это, ТССС. Большой-большой секрет. О котором самые приближенные Хьюга, может, и знали, но закрывали глаза, если уж от этого адюльтера рождаются перспективные дети, а не второсортные барута, то пусть их. Так или иначе, со временем все, что осталось от ее зрения, это способность отличать свет от тьмы и прямо по курсу видеть размытые то ли пятна, то ли силуэты. Но у нее был бьякуга. Неправильный. Активирующийся без ее ведома, сам по себе. Часами работающий непрерывно и сжирающий раза в четыре меньше чакры, чем Бьякуган и других хьюга, к их черной зависти. Но иногда совершенно, как это говорит кавыке в рандомных ситуациях причиняющий боль. Но это не важно, потому что Бьякуган позволял воспринимать мир той шнягой, которую Кваки называл рентгеновским зрением. С углом обзоров 360 градусов. И поэтому Барута не считала себя слепой. Что-то, да видела. Зато не видела кислорода в душной атмосфере в кварталах юга запутанного комплекса поместья на вроде дворцов феодалов. Когда медицина расписалась в своем бессилии, Барута с матушкой вернулись в родовое гнездо. И оказалось, что, выросшая вне стен клана, она слишком вольнолюбива, своевольна и непокорна. Базовый этикет, вбитый в других детей с пеленок, обошел Барута стороной. Но она умела прикидываться такой, как все. А когда ей это надоело, ушла в Академию Шиноби. А после в седьмую команду, с Кавыки Шиначику. С которыми можно было не играть послушную овечку, а быть собой. И доказывать ежеминутно, что, несмотря на зрение, она не хуже других. Уж что что, а выгрызать себе место Баруты умела, еще в больницах закалилась. Если кто-то считает, что детки, месяцами лежащие на лечении, милые котятки, он крупно заблуждается но именно в седьмой команде она пересеклась с папашей. Потому что жизнь всегда подкидывала ей подлянки. И здесь не поскупилась. Звездочка, 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 Химовре. Прохрипел Мицуки. Какой я тебе подсолнушек. Химовре. Подсолнух. Вопросительный знак, возмутилась девочка. Задолбал уже своими подкатами. Еще раз так обзовешь. Но Бору. И никаких Бору тычин. Шиза, мы из-за тебя тренировку прозвездили. Как оправдываться будешь, на? Началось. прогундосил гундосилковики. А меня по-прежнему интересует вопрос, почему Шиза не отвечает на сообщения и звонки. Ты тоже молчи, иначе я тебе устрою большой взрыв. Подпевала. Барута, для большого взрыва тебе понадобится достичь значения температуры КБШ и плотности КБШ, а это 10 в 32 степени, а мне плевать. Она зло рванула молнией надутой жилетки. У Мицуки голова шла кругом. Барута. Почему Химовари называют Барута? Хотя нет, все-таки не Химовари. Его первоначальные выводы основывались на ее прическе, точь-в-точь -точь, как у Химы. И она была очень похожа на сестру Барута, но все-таки не идентична. Вырослие, Черты лица более правильные. Щеки не такие округлые и без полосок. Кожа светлая. И глаза иной формы. После того, как Биякуган был потушен, они оказались бесцветными. Слегка отливающими фиолет сосуды в глазах Юга располагались на иной глубине, чем у обычных людей, потому просвечивали не красным, а сиренево-голубым, как вены сквозь кожу. «Ты не Барута», — озвучил вывод Мицуки. «Но и на Химовыре не совсем похоже, хотя ваш фенотип, я на бабку похожа, и на вторую бабку, и на тетку Хинуту, та тоже в бабку, то есть в свою мать». И почему-то это я не Барута, твою мать! Я вопрос задала, ты где был? отвечать Генин. Я почитаю, это будет полезнее для саморазвития, что я другим советую, но куда вам?, заметил кавыке Стоять на! Химавыря обернулась к нему, но смотрела как-то вскользь, словно разговаривал не с ним, а с его плечом. Странно. Из-за одного опоздуна мы так и останемся лошарами. Так и будем на важных заданиях артефакты профукивать. Ох, кто к нам пришел. К ним направлялся длинноволосый мужчина. По виду вылятые фотографии на Хьюга из дома Барута, но с этими Хьюго Мицуки уже ни в чем не был уверен, вдруг они все на одно лицо. У Наджи с фотографией не наблюдалось только золотых печаток на пальцах. И тяжелого, тоже золотого украшения, заменяющего резинку на низком хвосте. И цепи на шее с медальоном с надписью «Храни меня реку Досинин». «Ну и где ты пропадал прошлой ночью?» «Запомни, это только мне, сенсею, можно ходить по женщинам и лежать по женщинам, хихи», — понял, «да». Он отвесил Митсуки не сильный подзатыльник и гаденько захихикал. «Тебе еще рано женихаться, после сенсея», — понял, «все после сенсея». Вот уйдет сенсей на пенсии, станет стареньким, бабы конохи только смогут, что подержаться, понял, да. Вот тогда и окучивай, а пока не лезь, пока у меня самого как у коня. Боги. Химова. Барута приложила руку к лбу и покачала головой. Не хочу это слушать. Кавыки плюхнулся на землю, скрестил ноги и достал все тот же прямоугольник. На этот раз в чехле с рисунком, Мангикёша Рингу на Саске. Мицуки вытянул шею, Селись рассмотреть, и с разочарованием догадался, что это схематичное изображение атома углерода. Нет, ты мне расскажи, если с девчонкой зависал, сенси поймет и простит. У меня тоже раны вырос, хихикала по-свойски трепал за плечо герой четвертой войны, гордость клана и павший смертью храбрых на юга. Я много чего могу присоветовать, хихи. А если по другой причине загулял, дочки на растерзание отдам. Дочка, а дочка, а у тебя же никто есть? и не ответила, только тяжело взглянула из-под лобья. И опять как бы на Сенсия, но в то же время чуть мимо. А мицуки начал подозревать, что Ниджи на войне втихую убили Куна и Чканухи, которых он достал. Но эту нелицеприятную правду решили скрыть. Каваки, не унимался Сенси, а ты тоже кончай глаза портить, тебе клан возрождать надо. Обойдется, буркнул Каваки. Как начнете тренировку, маякните, ага и перелистнул пальцем по экрану полотна текста, где мицуки успел разобрать лишь, масса данных бозонов нарушает калибровочную симметрию. Нормально Каваки за подобные термины этому Каваки морду бы набил. Или его Дёнки покусал? Хотя даже Дёнки так не выражался. мицуки медленно, но верно погружался в состояние апатии. Уже не хотелось удивляться, искать объяснений, куда-то бежать, что-то делать переживать, что люди вокруг без чакры, как неживые. Нечто внутри нас вернуться свернуться калачком на земле, закрыть глаза и спать, спать. Во сне мнилось спасение от нервотрепки. Самообман. Что изменится, когда он проснется? Здесь никто не знает Сараду. Здесь малолетние, судя по лексике, шпана величает себя Барута. У Кваки, похоже, родовитая семья и нет озлобленности на весь белый свет хоть кому-то улыбнулась удача. Может, он силой и шики переделал мир под себя, как ему было угодно? И Кавыки полагает, что Мицуки станет это терпеть. Что его устроит это откровенно слабое тело? А, понятно, тело намеренно выбрали недееспособным, чтобы он не смог оказать сопротивление. Но Каваки не учел, что у Мицуки тоже есть семья. Или, скажем так, кураторы научного проекта. И родители этого так не оставят, он все исправит. Не из-за большой любви, нет. Но он не позволит кому-то вмешиваться в протекание своего самого выдающегося эксперимента. Остальные, очевидно, сочтут Мицуки буйно помешанным, но родитель выслушает, он часто говорил, что ненормальность лишеной способ восприятия многогранной действительности. Значит, следующий пункт маршрута своя квартира. Родитель должен быть там. Объяснять что-то чужим для него людям мицуки был не обязан потому, пока они припирались, развернулся на месте и припустил к себе домой. Ему что-то кричали вслед, угрожали, ругали, Мицуки даже не вслушивался. В спальном районе, где он проживал, изменилась планировка, но не настолько, чтобы он перестал ориентироваться в новостройках. Раньше органы чувств предупредили бы о том, что здесь живут люди, много, скучно. По сиянию от теплотелефон, по ярким запахам домашней еды, которые просачивались отовсюду. При воспоминании о еде снова заурчал желудок. Тело требовало питательных веществ для нормального функционирования. Мицуки в раздражении повел плечом. Ему некогда отвлекаться на такие мелочи. И то, что не мешало бы зубы почистить и умыться тоже мелочи. Хотя первое уже здорово напрягало, так как во рту стояла амбри, как в пасти Микадзуки. Сто той лишь разницы, что Микадзуки плотоядный, от них всегда так пахнет, им позволительно. Стоило вспомнить о наверняка в таком же потерянном коте, как на детской площадке за горкой мелькнуло черно-белое кошачье тельцы. Микадзуки. Невольно вырвалось у Мицуки. Микадзуки, Микадзуки, кискис. -кис. Двинулся к горке, но кот выскочил из-под нее и скрылся в густой траве. Интересно, почему знакомые его узнают, а Микадзуки наоборот избегает? А может, это был и не Микадзуки. Мицуки раньше не умел идентифицировать его среди других кошек, чакры животных лишены индивидуальных особенностей. Оставалось только вздохнуть и поплестись дальше. Чтобы через 300 метров остановиться, как вкопанный. Вздохнуть, повесить голову, с неожиданным для самого себя раздражением сжать кулаки. Если это вывертень неадекватной психики, он понял, почему сумасшедшие оказались ему печальными, даже если смеялись не прекращая. Если издевательство и новый мира, то явно нацелены морально сломить Мицуки И довести в итоге до искомого помешательства. Замечательная перспектива. На месте его дома выселся торговый центр. Здесь никто не проживал. Здесь даже Мицуки не смог бы проживать. У него отняли все. Крышу над головой. Одежду. Плоть и кожу, даже они были чужими остался только огонек самосознания, что определял себя как Мицуки, запертый в оболочке из мяса и костей, и вырваться на волю не представлялось возможным, потому что без этой оболочки огонек не выживет, потухнет. Но раз сознание неразрывно связано с телом, то не станет ли в этом ином теле меняться сам Мицуки? В глубокой задумчивости он вошел в раскрывшиеся двери. Начищенные, до да близко стеклом, Искрящийся хромированный металл, сочная реклама, ароматы из парфюмерного отдела и тихая музыка навивали ощущение ложного праздника. Настраивали беспечно тратить с трудом заработанные деньги. В утреннее время было мало посетителей, но достаточно, чтобы Мицуки как никогда ощутил свое одиночество. Ему и раньше доводилось ходить за покупками одному, но мысленно он знал, что друзей рядом. А еще раньше, первые дни в Канохе, когда друзей не намечалось даже в перспективе, он просто не представлял, что из-за их отсутствия можно печалиться. Но к хорошему быстро привыкаешь, и потому сейчас он особенно остро почувствовал свою отчужденность от всех этих людей разумных, что находились на своем месте, гуляли с родными или близкими, и никому не было дела до мицуки. Напротив обувного отдела располагалась зеркальная стена. Мицуки скользнул взглядом по отражению, действительно, вид склокоченный и дикий. Он пытался пригладить рукой волосы, кстати, обычные светлые, как, к примеру, у Инаджина, и без розовых примесей. И почему в первый раз он видел розовый цвет, вероятно, из-за отблеска малинового рассвета? Возникло странное желание разбить ни в чем не повинное зеркало. Раньше таких иррациональных мыслей у него не появлялось. Мицуки отвернулся, стал на первую ступень эскалатора, позволяя унести себя ввысь. Может, он выбрал такое направление, потому что сверху тянуло ароматами выпечки. И вдруг услышал голос Сарады, «Ты покинул меня навсегда, и черные тучи надо мною легла». Это явно была Сарада. Но его, а не во сне, не в мыслях. И она пела. У нее был неплохой голос, Мицуки знал, на выпускной церемонии на фестивалях Сарады вместе с Намидой исполняли гимн Канохи. Правда, сокомандница не увлекалась вокалом, а если бы ей пришлось спеть, она абсолютно точно выбрала бы что-то патриотическое, вроде народных сочинений, которые горланит принявший на грудь шиноби. Наподобие «Солнце встает над долиной Нака», то света дня не увидят бойцы, но сегодняшнюю дребедень Сарада точно посчитала бы ниже своего достоинства и интеллектуального развития. Но, тем не менее, ее голосок звал, увлекал, протягивал незримую руку помощи, и уже не важно, что там за слово кто другая, не узнаю никогда, и забыть дом, где я жила. Мицуки не собирался забывать Сараду. Их серьезный командир, самый надежный боец и просто лучшая подруга. В окружающих тьме и безумии он почти увидел знакомый силуэт, прямой, как стронка, потянулся к ней, чтобы она посмотрела строго из-под очков, пожурила, Мицуки, уж от тебя-то я такого не ожидала. А потом разогнала все беды. А если ей здесь плохо, Митсуки возьмет себя, размазню в руки и ее спасет. Голос звал сверху. Впереди на эскалаторе стояла девочка в бордовой красной одежде цвета Сарады. С пышными розовыми волосами волосы Сакурасан. Сарада покрасилась? Или в этой реальности она похожа не на отца, а на мать? Песня оборвалась, а девочка приложила к уху очередной прямоугольник. Алло? Прости, прости меня, пожалуйста, не он, уже бегу. Да. Да, сделаю. Понимаю. Мне очень жаль. Девочка сошла с эскалатора и помчалась к огороженным столикам, откуда доносились запахи еды. И, находясь с ней уже на одном уровне, Митсуки оценил, какая она маленькая, совсем ребенок. И никакая не сарада местного производства. А настоящей сарады и не было, не зря же голос показался чуточку неживым. Эту песню проигрывал клятый прямоугольник, такие. Похоже, умеют исполнять не только саундтреки из Кагемасы. Срань. В голос прошипел Мицуки, невольно вспоминая и родители, когда у того трескалось предметное стекло под микроскопом или волосы путались в лопастях сепаратора. Пинцет ломанный. Чтоб вас всех. Хрен раз два он будет ходить в штаб за увольнительной, время терять. Хрен -с два будет унижаться и объяснять, зачем ему это надо. И хрен -с два позволит упрятать себя в психбольницу. Саски сына и его Ринигуна нет, да и пошло оно. Ринигуна вообще ни у кого нет, пошло всерьез и надолго. Кавыки не может в пространственную технику а Суцуки туда же. Что еще Мицуки знала о пространственно-временных техниках? Каких еще пользователей? По сути, больше никого, но и это могло катиться лесом. У Мицуки был умный родитель. И если его нет в Канохе, следовательно, надо искать в Атагакури. Что наличествует из боеприпасов, Взрыв печите, неплохого, кстати, качества. Дымовая завеса, представляющая собой клубок ленты, пронизанный фуиндицу. Мицуки распустил клубок, стер в некоторых местах письменно, разорвал ленту и подправил фуин, как учили в академии, за ней ним, ним чернила царапав палец. Потом скатал два маленьких клубка. Так экономнее, хотя и маломощно. Два куна, один из которых после бой еще зазубренных, и три оставшихся с из пяти. Надо было подобрать те использованные на третьем полигоне. Брусок из спрессованных питательных ингредиентов, судя по истрепанности упаковки, давно завалявшийся в подсумке на всякий случай, Мицуки его на этот же всякий случай и отложил. Перетерпит. Дома сутками мог обходиться без еды. Очень не хватало аптечки и лески, леска могла бы компенсировать отсутствие удлиненных рук. Да и вообще техник не хватало. Молнии отказывались слушаться, но вот ветер, ветер был прокачан неплохо. Футон слишком неуловимый, взбрыкивающий, Мицуки приходилось держать его в узде и напрягаться. Но к этим рукам воздух ластился сам, послушный, словно пришедший ночью на подушку Микадзуки. И потому техники давались легче и выходили мощнее. Что ж, у Мицуки есть с чем выступать против этого безумного мира. Он спрятал в подсумок протектор, и его захлестнуло странным сожалением, Хотя, если подумать, он не давает присягу, он в конохе по обмену опытом и всего лишь кулялся близ интереса стран огня. На деле его родиной числилась страна звука. Но что значит родина для такого, как Мицуке? Родина, рождение он ведь даже не рождался. Прав был Цучи у Мицуки не было прочного основания, понятия родной земли. Зато у него имелись те, кому стоит возвращаться. И никакие дешевые подделки их не заменят. Четвертый сектор защитной стены Канохи он приметил давно, еще когда намеревался бежать за куклами Анаки. Тогда он решил спасти деревню, как ее нельзя, а следовательно, спасти боруты и Сараду, но понимал то, что после такого самоуправства путь назад будет заказан. Его сочтут предателем в лучшем случае выставить обратно в лабораторию под наблюдение Ямато. Поэтому осознавал, что рвать связи будет навсегда, и предупреждать никого не решался, чтобы не спугнуть цель. В последний момент передумал и ушел с шумом через главные ворота, оставив намек своей команде. В нелогичной надежде, что они когда-нибудь смогут его понять. Не станут проклинать. Может, однажды даже навестят вода. А в итоге они его спасли. Не время предаваться воспоминаниям. Мицуки из заросли желтого грязного рогоза обозревал стену, не хватало сенсорики верной змеи, чтобы определить, есть здесь некий защитный купол или ловушки. Дежурные ниндзя патрулировали этот участок, но если по другим участкам двигались не спеша и могли остановиться, чтобы переброситься парой слов или обозреть окрестности, здесь почти что пробегали. Все потому, что рядом пролегала излучина реки, и сюда же, в заросли Рогоза, выходили ржавые решетки главной канализационной артерии Канохи. Запах стоял убийственный, особенно в жаркий день. Четвертый сектор нисколько не изменился. Мицуки проверил, хорошо ли приливает чакра к ступням, чтобы взойти по стене. На всякий случай спрятал в рукаве куны. Дождался, пока патруль скорым шагом скроется из виду, скомандовал себе для пущей решительности вперед. Сложил печати, вплетая в них всю чакру, которую мог собрать. Поток Футана должен получиться мощным и узконаправленным, набрал полные легкие воздуха, который сдетонировал от чакры и приготовился нестись вперед, разгоняя и отталкивая друг от друга свои частицы, сметая все на своем пути. Стихи ветра гигантский порыв. Над стеной нечто, вспыхивающее искрами, словно пленка мыльного пузыря, разметалась в клочья. Но возможно, Мицуки это почудилось. Он стремительно взбежал по стене, и ркнул в образовавшуюся брешь, спрыгнул по другую сторону и нырнул под полок леса. Справа мелькнула чья-то тень, Мицуки швырнул клубок дымовой завесы и припустил рваной траектории по зарослям, стараясь не шуметь и сбивая преследователей со следа. Если бы не разболтанная система чакры, он бы ее приглушил, чтобы не сверкать маяком перед сенсорами. Но сейчас оставалось надеяться лишь на то, что он в этом мире просто-напросто никому не нужен. Впереди ждал скрытый звук. Родитель. И, возможно, другой, здешний Мицуки. Пусть так. К двойникам, спящим в сосудах, он привык и с возможной встречей с самим собой, но его уж как-нибудь справиться. Глава 6. Диес Мицуки не бежал из скрытого листа, куда глаза глядят. У него был намечен конкретный план. Сначала он знатно попетлял по опоясывающей канаху сбивая след. На ложных маршрутах обламывал ветки, ворошил прошлогодние листья, оставлял волос на клочьях специально порванные паутины, но в северном направлении, куда он держал путь, каждая блинка осталась нетронутой. К телу, как и к новой обуви, с каждым часом он приноравливался все лучше и лучше. Уже не терял равновесия Нагита, не сминал и не сбивал на сторону Юката. По сути, с доставшимся ему исходным материалом можно уживаться и работать. Желудок, правда, сводило, и недостаток питательных веществ и глюкозы привел к спазму мелких сосудов, что вылилось в чувство тяжести в висках. Подобные ощущения оказались для Мицуки в новинку. Похоже, это тело следует регулярно кормить. В три часа пополудни он выбежал к Накамари поселению, где вчера Лок обнаружил подвыпившую Карен. Нет, Мицуки не вел расследование, и совсем не этот факт привел его в деревню. Помимо лесопилки и заведения общепита в окрестностях Накамари находилась железнодорожная станция. Ровно в 16 часов ровно с главного вокзала Канохи отходил скоростной поезд на столицу страны звука. Запрыгивать на его крышу в скрытом листе стало бы верхом глупости Мицуки непременно обнаружили бы при пересечении границы, а вот за пределами листа попробовать стоило. Медленно набирающий ход поезд в 16 часов 20 минут останавливался в Накамари на 5 минут для последних технических проверок, чтобы затем, развивая бешеную скорость, Помчаться белосине сигары через леса и реки в страну звука и в 20 часов ровно прибыть в тамошнюю столицу Инарису. От Инарису до Тагакури можно добраться за 10 минут на фуникулере, и спустя полчаса ходьбы по горным дорогам выйти к центральной лаборатории. Тот же скоростной поезд отбывал в 9 утра из Инарису, чтобы в час прибыть в Канаху. Мицуки и родители часто перемещались именно таким способом. По четным дням курсировал диез, по нечетным бемоль. Сегодня была очередь Диеза. И именно на него Мицуки решил пробраться без билетником. Деревенька, распарившаяся под летним солнцем, встретила его с трекотом цикаты после обеденным ленивым сном. Улицы пустовали, только у одного дома, на высокой Нгава. Нгава открытая галерея, огибает дом с нескольких сторон. Два старика играли в логическая игра, в которой играют белыми и черными камешками да неподалеку под листьями огромного лопуха дремала, вытянув лапы, собака палевого окраса. За покатыми раскаленными крышами звенела лесопилка и тарахтила техника, и то с перебоями, вяло. Мицуки остановился у лечной водяной колонки, выкрашенной ядовито голубой краской, подложил под тугую ручку, чтобы не соскользнула камень на цепочке, умылся, смочил руки до локтей, набрал полный горсть воды и пил долго, жадно, отфыркиваясь едва ли не мурчает удовольствие. Никогда еще отдающая хлоркой и ржавчиной и вода не казалась ему столь сладкой. В последний раз провел ладонями по лицу, потом хлопнул мокрыми ресницами и уставился на вывеску через дорогу. Вечный зов. И намалеванный рядом краснощеки мужчина с банкой пива. Для некоторых точно вечный зов. Карин был обнаружен мною сегодня в 17 часов 24 минут в пивной вечный зов, прозвучал в памяти голос Лога. Мицуки перевел дыхание и направился к заведению. Чего он ожидал? Время было 15 часов 20 минут, а не 17 часов 24 минут, и число с утра сменилось. А Мицуки абсолютно точно не угодил во вчерашний день. И абсолютно точно не увидит сейчас пьяную Карен. Или все-таки увидит? Изнутри помещение не произвело впечатления за пивной. Чистенько, темное дерево мебели контрастировало с выбеленными стенами, под потолком раздувал ветер огромный вентилятор, на полках выстроились ряды засолов и тыквенных бутылок, и даже завиток водоворота, вышитый на шторе, отделяющий подсобное помещение от основного зала, был в тему. Возможно, после окончания рабочего дня здесь собиралась разухабистая публика, а сейчас лишь две молодые женщины болтали за дальним столиком и пили, судя по вкусному запаху, кофе. В Конухе редко баловались кофе, его варили на юго-западе, в пустыне их стран ветра и окрестностях. Но почему-то этот запах свел Мицуки с ума. Внутренности болезни наскрутило, и желудок громко заурчал. Мицуки стукнул себя по животу, шипя, молчи, Посетительницы обернулись к нему и захихикали. Под их взглядами захотелось съежиться и привычно спрятать ладони в рукава, но рукава были слишком короткие. Мицуки постоянно их одергивал, пытаясь оттянуть. Нелепое нервное действие. Хоба. Донеслось со стороны стойки. На нее облокотился сухонький пожилой мужчина. Шиначко. Шиначко. Опять это приправа к рамину? Перед глазами поплыли заманчивые картинки лапши с курицей, лапши со свининой, лапши с грибами ши и таки. Золотистый горячий бульон, ароматное, тающий во рту мясо, кольца поджаренного лука и кружочки сладкой моркови, зеленая стружка шиначку и минмы, сытная лапша, свернутая петлями и волнами, что напоминало мицуки укладку кишечника в брюшной полости, но на аппетит никак не влияло. И живот снова замурчал, игнорируя приказы хозяина. Шиначику, какими судьбами?! радушно заулыбался старик. Голодный, поди, с дороги! Сейчас я тебя накормлю, сейчас, а ты один на донешенник без команды. Один. Мицуки призадумался, вспоминая утро и разговор с Шакадаем с Конахом Русинсеем. И догадался, что к нему обращались, как к некоему шиначику. Это не приправа! Это имя собственное. Не можешь говорить! Понимаю, секретная миссия ниндзя. Не Кушать что будешь? У меня отсутствуют денежные средства, Мицуки только сейчас это сообразил. Как можно было заботиться вопросами боеприпасов и не взять денег? Хотя где бы он искал их в темноте в незнакомом помещении? Раньше вопросы платежеспособности Мицуки особо не волновали. Как только он начал получать жалование Генина, ему стало хватать на все нужды, даже на аренду квартиры. Раньше его расходы оплачивал родитель, но Мицуки было необходимо делать это самому, вырваться из под опеки. Да, он шел к Арчимару, когда приходилось туго, но помнил и то, как в сердцах убегал, когда ему стерли память и заставили биться слогом. Принимать от родителей деньги после такого демарша было некоторым образом странно. Будь Мицуки в своем теле, он бы обошелся без затраты на еду, постоялые дворы и транспорт, он бы без проблем в за сутки домчался до ото но сейчас обстоятельства изменились, а менять под них свои привычки он не успевал. «Какие деньги, шиначку?» — возмутился хозяин заведений. «После того, как ты нашего племянника спас. Хамаю, хамаю, бездельница, иди помогай!» — рявкнул куда-то за спину. «Прошу прощения, но я не могу согласиться, Мицуки терпеть не мог быть обязанным ходить в должниках». Он ни у кого ничего не просил, решал свои проблемы сам. Не обижай меня. Если тебе что-то дают, бери сразу, а то потом не предложат. Ну так чего хочешь порубать? «Рамен!» — шепнул наугад Мицуки, подсаживаясь к стойке. Все равно чувствовал себя неуютно. Рамены нет, но есть удон. Удон лапша из пшеничной муки. Хамаю отварил лапши по-быстрому. Наш фирменный лисик удон с сыром все равно другого не готовим», — донесся ворчливый девичий голос из-за шторы с маном водоворота. «И можно с яйцом?» От запаха съестного Мицуки мечтательно прикрыл глаза. И раздосадовался. Когда эта еда стала действовать на него гипнотически? «Нет, вбить два яйца. Да хоть три. Хамай. Слышу. И кофеек, твой любимый, сейчас сварганю». Хозяин поставил пластиковый стаканчик под некий агрегат, нажал пару кнопок наклонился над стойкой, задорно подмигивая. То у нас все кофе перепробовал, когда вы лесопилку инспектировали. А племяш полез на этот самый конвейер, по которому бревна ездит, чего-то там отплясывал на бревне, а друга на его, значит, сымали. Чтобы это самое кинцо куда-то там выкласть. Да как брухнется, да как ему руку прищемит, да как потащит к пилам, мы тогда во все глаза глядим, вот как сейчас помню, все вижу, ясно, четко, а ноги не идут. Понимаю. Состояние угнетения нервной системы вследствие стрессовой ситуации. Вот и я говорю на угнетение. А ты как прыгни, как вытащи его оттуда. И руку раздробленную ему залечил этим зеленоватым светом. Ирион Дзюцу. Это тело и на такое способно. Мицуки его ругал, а оказывается, Ему достался неударный шиноби, а незаменимый и очень ценный ниндзя поддержки. Таких учили защищать и беречь. Так что мы тебе все благодарны, вещал хозяин. Племяш с рыбалки придет, тебе так обрадуется. мицуки только дежурно улыбнулся, как предпочитал делать при взаимодействии с незнакомцами. Всегда улыбайся, людям это нравится. В сигнальной системе приматов это означает доброжелательность, позитивный настрой. В той далекой жизни их седьмая команда действительно инспектировала лесопилку на комари, но тогда никаких несчастных случаев не произошло. А как там ваша девочка слепая? На поправку не пошла. Улыбка слетела с лица Мицуки. Слепая девочка. Наша. То есть из моей команды? Где Кавыки? Барута. Он запнулся. Перед глазами стоял совсем иной образ. Ну да, Барута. Странное имя. Мицуки неопределенно мотнул головой, что могло восприниматься и когда, и как нет. Значит, слепая. Вот почему ему показалась странной ее манера смотреть на собеседника. Неважно, это не его Барута. Пусть за нее Каваки переживает. Хамаю, оказавшаяся веснущатой девчонкой едва ли старше самого Мицуки, поставила перед ним дымящуюся миску с удоном. Он выхватил из стаканчика палочки, запоздало и поблагодарил и набросился на еду, жизнь снова показалась не самой плохой вещью на свете попутно мицуки поглядывал на дверь и рационально ожидая, что в отвод зайдет карен и пытался не забыть о внутренних часах, чтобы не опоздать на диес а в голове прокручивался вчерашний вечер выстраивались и рушились логические связи Он почти утвердился во мнении, что попал в параллельный мир и сложив два и два пришел к выводу что виной всему нечто что Карин обнаружила на той самой поднявшейся над водой от мили главного острова Узыши. Никто не осматривал содержимое ее сумки. Но сумку положили на тумбочку, а ночью Микадзуки утащил под тумбочку игры с подозрительную головоломку. А Мицуки пытался ее отобрать. Той рукой, которую обвивала его змея. А после случился сон про зеркальный лабиринт. И там присутствовали Мицуки, Микадзуки, головоломка, но почему-то не было змея. А если они все переместились в чье-то тело? И Микадзуки сейчас в шкуре другого кота, просто Мицуки в темноте не разобрал отличий. А Хира тоже угодила в чье-то тело? Хорошо бы еще в змеиное, а если в человеческое? Зря Мицуки не осмотрел комнату, где очнулся. Может, нашел бы ту головоломку. И если это артефакт Узумки, открывающий портал Иваны и иные миры, сейчас переместился бы обратно. И питомцев спас вернуться в Канаху, пока не поздно. Но в скрытом листе что-то не так, и дело даже не в том, что все посходили с ума и не расстаются с какими-то играющими музыку нинджетами. А в том, что над деревней наброшено нечто вроде купола, которым прорвал футаным. И еще, когда сегодня утром они шли к резиденции с Шакадаем, жаль, кстати, что не дошли, им попалась женщина, которая открывала закусочную и она говорила что-то вроде «Кажется, нас хотят поставить в очередь на квоту, потому что мы не гражданские, в нашей семье был один шиноби. Я не имею права поехать к морю, лунари, которые оборзели, не пугай меня и вагакури, у Мицуки внутри в который раз за день похолодело». Не потому, что он расшифровал тревожные слова, а потому что помнил тот монолог от Рывочина, тезисный не был уверен, что правильно. Как так? У него эдетическая память он запоминает дословно, до до каждого штриха все, что когда-либо отпечатывалось на сетчатке, все, что с ним происходило. Он помнил жизнь до перемещения сюда, каждый ее день, кроме фрагментов детства, что вымылись при форматировании памяти. Но сегодняшние события воспроизводились рваными, смазанными клочьями, словно книга, от которой остались одни заголовки. Он помнил что-то в общих чертах, свое отношение к этому настроение и только, будто в отделах головного мозга перестали выстраиваться химические связи, отвечающие за память. Как так? И он опять почувствовал себя неполноценным, уязвимым, слепым и глухим в мире, наполненным бурлящей чекрой, оттенками тепла, запахами и вкусами теми ощущениями, которые стали для него недоступны. Мицуки уже понял, что он не амбидекстр. Амбидекстр человек, одинаково хорошо владеющий обеими руками. Ему после пробуждения мерещилось, что удобнее все делать левой рукой, а сейчас он убедился, что правой не получается даже палочки держать, она явно отстающая. И правый глаз видел хуже, примерно на 0,9. Но если с этими недостатками можно со скрипом мириться, то с памятью как? Как работать на компьютере, которому забили всю оперативную память? От этого же интеллектуальная деятельность страдает. Как люди умудряются с этим существовать? Они правда так живут? И еще не предприняли мер, чтобы себя улучшить. Он потянулся за кофе. Возможно, и пора чего покрепче. Мицуки, что хочешь поставил бы на то, что у этого тела нет ускоренного метаболизма, а значит, в какой то веке он мог на своем примере испытать, что такое опьянение, и выяснить, почему оно порой необходимо взрослым, например, Карен. Прости уж, морковного пирога в меню сегодня нет, заметил хозяин. Данва. А Данва, Данва сладкие шарики из риса. Вопросительный знак. Мицуки остро глянул на него, соображая, не спросить ли, присутствовала ли здесь вчера красноволосая женщина и не теряла ли она что-то. Выстраивать диалог с незнакомцами получилось тяжелее, чем с друзьями. Деда, протянула Хамаю, протирающие бокалы, а давай я вас сфотаю. Иди, садись, Шиначику. Да не, ну я, деда. Шиначику, не против. Мицуки пожал плечами. Времени оставалось немного, но на один снимок должно хватить. Если фотоаппарат быстро принесут, они станут возиться с выставлением экспозиции и вспышкой. А он между делом поинтересуется местной Карен. Хозяин вышел из-за стойки и встал рядом с Мицуки. Хамаев в припрыжку оказалась за другим плечом, достала опять-таки прямоугольник, а не тот у всех, что ли? Подняла перед собой вытянутые руки. Куда смотрит то — спросил хозяин. «На красную точку». Мицуки увидел на экране их самих. Смешных, как в кривом зеркале. А за их спинами, на пороге мелкую собачонку, дремавшую до того в лопухах. Только теперь он рассмотрел ее четко, так сказать, мордой к морде. Не дворняжка, а Сибайну. Он знал одного Сибайну, с протезом вместо задней лапы. Компаньон Акиты Нузука, помощницы профессора Катаски и звали того пса Чимару. У этого пса лапы были в порядке. Но тревога уже впрыснула в кровь адреналин, путая мысли и планы. Быть здесь родная змея», — предупреждающая бы зашипела. «Шиначку, улыбайся». Прямоугольник щелкнул. Мицуки почему-то ждал, что из него вылезет моментальное фото, но ничего подобного. Только они втроем продолжали отпечатываться на экране. «Тебе перебросить?» — спросила Хамай. Ты в каких мессенджерах? Или на почту послать? Увы, я не знаю ни своего адреса, ни индекса, задумался Мицуки. Раньше знал, но теперь там построили торговый центр. Она хочет обменяться с тобой номерами, подсказал хозяин, но стесняется. Деда. Мой номер? Хм. Так то я из седьмых. Мицуки отхлебнул кофе, всем видом показывая, что разговор окончен. Почти спиной чувствовал, как пес усевшийся в открытых дверях, неотрывно смотрит на него. Но может, это местный домашний питомец? Хама о чем-то зашепталась с дедом, показывая изображение на прямоугольнике, а Митсуки достал оставшуюся дымовую завесу. Размотал кубок на коленях, взял из подставки солью, палочками и салфетками перечницу и щедро посыпал ленту. Затем скрутил ее обратно в кубок, спрятал в рукав, в который раз оттянул ткань. Мне пора, вежливо кивнул владельцем, благодарю за вкусную и здоровую пищу. Ни за что. Счастливого пути. Э. Эй. А чья собака? А ну пшел отсюда, пшел. Мицуки обогнулся по широкой дуге. Сибону потянулся и припустил за ним, как конвоир. Два когти на задней лапе росли неправильно, крест на крест. Как у Чимару. Мицуки спустился со ступенек, шагая пружинисто, чтобы в случае чего сразу отпрыгнуть. Акита и возникла рядом словно из ниоткуда. В простом хари. Хари-жакет прямого покроя, носится поверх киманули бы со штанами хакама. Волосы спрятаны под платок, как у селянки. Но мицуки все равно ее узнал. Акита шла будто бы мимо, по своим делам. Сейчас неожиданно извернется и схватит. Нельзя давать ей первой сделать ход. На что он рассчитывал? Что беглого генина не станут искать. Мицуки с места метнулся влево, к заросли орешника. Чимару кинулся за ним. Совсем мелкий, но внешность обманчива. В каких чудовищ превращаются псы и музыка, Мицуки выяснять не желал. И проверять умнее Акиты, которую узнал только с гражданской стороны, не хотел. Ведущий левой рукой швырнул за спину клубок завесой. Фуин детонировал, разлетаясь дымом и клубами перца. Чимару зачихал, падая на землю и суча лапами, а кита согнулась в три погибели, заходясь в кашле. И оба пропали в дыму. Мицуки юркнул орешник, промчался через двор, под чьи-то крики, куда в не припуганных кур вопль Акиты киты сенте. Апчхи. Он выскочил на параллельную улицу, стелясь по земле и проезжаясь под форме с свежезаготовленными досками, Запряженные валы лениво обмахивались хвостами от мух и от мельтешевшего Мицуки. Он выбежал на дорогу, ведущую из деревни. Стихи ветра мерцающие фейерверк. Это из арсенала Тим Марисон. Она такое показывала на совместной тренировке сына Шикача. Вокруг Мицуки вихрем засветились сюрикены. Брошенные наугад, но подхваченные ветром, они плясали ломанными траекториями, ударяясь друг от друга, сверкая перед глазами, Мицуки буквально танцевал на месте, пытаясь увернуться от всех. Широкая рука спасала, некоторые сюрикены запутались в складках. Один отцарапал ногу позади колена. Еще один удалось отбить кунаем. Шиначку, спокойно, он затравленно оглянулся. Он узнал голос. Мирай. Поговорим? Или повторить мерцающий фейерверк? Мицуки попятился. С Мирой он сражался всего однажды, когда их только поставили в седьмую команду. Дело происходило на подвесном мосту, и Барута ударил снизу, из-под досок настила. Мирай, как у Карил и Марусинси, никогда не следила за ногами. Но как провернуть атаку из-под земли? В академии они учили датон, даже практиковали базовые, но у Мицуки ничего не вышло. Тихо, Шинайчику не пытайся в ниндзюцу. Куда тебя понесло, это из-за приезда суровой хозяйки. Хочешь сбежать с ней на Луну? Кого? Куда? Он сам считал себя Луной, но посвящать в это мире не имело смысла. Сложил пальцы крест на крест, сзади материализовался теневой клон. Мицуки почувствовал, что может создать и больше. Приготовился атаковать. Женщины как хрупкие цветы, поняли, а столопы. Поучал Конах и марусинсей. Не делайте, как я в сопливом детстве. Поднимать на женщин руку под злое дело, если только они сами не пытаются тебя убить. И если они не Сарада! добавлял Барута. Сейчас врежу, Шинара. Что и требовалось доказать. Особых предубеждений по поводу полупротивника у Мицуки не было. Не дури! прикрикнул Мирай. Убери клона. И вернемся в деревню, пока против тебя не предприняли мер. И пока лунари не засекли от твоей копошении щекурой. И все будет по-старому. Слово даю, сын те дружит с ветром, но слов на ветер не бросает. Сын те тебе Мицуки прищурился. Перед ним явно стоял Эмирай. Ее голос, ее телосложение, ее вишневые глаза и лохматые кудри. Почему сын теа? Это термин и зва. Сдаюсь, он вытянул перед собой руки якобы для того, чтобы она их связала. Вспомнил, как на его глазах Иваби пошел под землей, как нож сквозь масло. И вспомнил какие печати надо складывать, спасибо детической памяти. И понимал, что без сродства со стихией земли ничего не выйдет. Вот только он не знал, насколько его клон автономен в принятии решений и насколько связаны их мыслительные процессы. «Клона убери», — повторила Миры Санты. Мицуки кивнул. Ощущение присутствия за спиной мгновенно пропало. Он шагнул вперед, протягивая руки. Мира их мыкнула, Клон вылетел у нее прямо из-под ног, впечатывая кулак в челюсть. Мирай, взвыв от боли, полоснул кастетом, клон пропал, обдав Мицуки воспоминаниями о холоде земли, ее густом запахе и давящей тяжести. Он кинулся вперед, скидывая ее каты с одного плеча, как лучники в соревнованиях по кюда. Кюда путь лука, искусство стрельбы из лука. Материализовал еще одного клона, который бросился к оглушенной Мирая со спины, набросил ей на шею петлю из пустого рукава и принялся душить. Одновременно настоящий Мицуки подскочил спереди и вырезал ей в солнечное сплетение, а после на точку в сочленении шеи и плеча, выключил из сознания на пару часов. Развоплотил клон и припустил к железнодорожной станции. Время поджимало, Диес пребывал с минуты на минуту. Он кубарем скатился с пригорка, сквозь заросли сорной травы, Выбираться на широкую петлю дороги было некогда и боязно. В низине раскинулись перекрученные между собой стрелками полотна рельс, убегающие за горизонт, уносящие путников в другие места. Вот только пассажирские поезда отсутствовали. На рельсах стояли одни товарные составы, цистерны, крытые и открытые грузовые вагоны. Кой-где суетились люди в синей форме. Мицуки на ходу завертел головой, глянул на часы на старом здании депо, 16 часов 23 минут. Диест никогда не опаздывал. Но Мицуки не видел ни его, ни его фирменных сине-белых цветов, ни изображения решетки на вагонах, ни выделенного участка железнодорожных путей для скоростных поездов. Как же так, его же сейчас схватит, если не Мирай, то Акита. Стоп. Если Мирай в этом мире зовут Сенте, определенно Сенте, Акита тоже ее звала именно так, то значит, его догадка о том, что Сараду могут именовать не Сарадой, верно. Следовательно, верны обратное. То, что называется одинаково диезом или барута, может выглядеть как два совершенно разных объекта. Диез пребывал на первый путь. На первом пути как раз начало трогаться вереница открытых вагонов с досками. В сторону севера, как раз туда, куда Мицуки требовалось на низких бортах было выведено белой краской 1376-1376. Скоро это номер, под которым ходил Дей со стороны рисовых полей. Так раньше называлась страна звука. А я тебя и не узнал, старый знакомый, подумала Смицуки. Пригнувшись, он тенью проскочил за бочками, прячась от двух железнодорожников, на ходу прыгнул в один из вагонов. Оцарапал кунаем ладонь, широким движением стряхнул кровь с лезвия на соседней пути, чтобы никто не вычислил, где именно прервались кровавые капли из его раны на ноге. Перекатился, прячась за высоким бортом, сжимаясь в доски и замерые, как истинный ниндзя. Состав, стуча колесами, набирал ход. И Мицуки полной грудью вдохнул запахи древесины, солярки и дальних странствий. Осталось загадкой, пришла в тот день Карина в Накамари или нет. Может, в этом мире ее двойника и не существовало. Как не существовало в прежней вселенной аналого тела, которое Мицуки сейчас занимал. Или существовал? Но что Мицуки знал совершенно точно, так это то, что если этот, допустим, Шиначку, сейчас находится в теле Мицуки, то дома о нем позаботится. Борот и Сарада ему помогут. Интермедиа Шиначку зло сплюнул кровь из разбитой губы, сощурился, пытаясь что-то рассмотреть за опухшими веками. Фингул на оба глаза это ничего приятного, знаете ли. Леска впивалась при каждом движении в запястье, заведенные за спинку стула, и в лодыжки, привязанные к ножкам. Пахло сыростью, мазутом, мышами и еще чем-то металлическим. Изобилие -за резких запахов голова шла кругом. «Ну что, будешь говорить?» — спросили в ухо, наклоняясь сзади. «Точно, тот бесящий мальчишка, так похожий, мать его, на отца, даже на щеках полоски клятвы, хренов ублюдок мимо узумуки. Шиначику точно пойдет выяснять отношения со стариком, как только вырвется отсюда. Да пошел ты, тибара! Отрезал шиначку, лихорадочно ища пути к отступлению. Советую не рыпаться, сказал устроившийся на скамеечке у выхода предатель Кавыки. Свет, врывающийся с улицы в полутемный склад, резал глаза. Знаешь, этим беспредельщикам очень дорога тушка их другана так что ее они не покацают, это факт. Но разум твоим им без надобности выжгут нахрен. Так что пораскинь мозгами, пока они у тебя есть, эм. В поле зрения возникла черноволосая очкариха, глянула задумчиво, потом повернулась на пятках. Подошвы сандали скрипнули о металлический пол. Молчит. Тогда приступим. Спросила свинцой, наклоняясь над шиначку и опираясь руками о спинку стула, к которому он был привязан. За стеклами очков вспыхнул Алый Шарингом: Кто ты такой и куда дел Мицуки? Запятые томой завращались и смешали все вокруг в черно-красные спирали водоворота. Глава 7. Красная луна комментарий, глава 7. Красная луна, Засун Мицуки размышления о жизни и смерти. Спасибо Эрилтин, HTTPS слэш 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 усерс слэш пять один два восемь один семь вдохновила и натолкнула на мысли к вечеру Жара распала и поднялся сильный восточный ветер, почти ураганный, треплющий волосы и одежду. Состав ехал медленно, Мицуки прикинул, что до страны звука с такой скоростью он доберется в лучшем случае завтра в полдень. Недавно миновали верховье реки Нака, дорога то прямой стрелой пересекала долины, то петляла между отрогами гор, что выплывали из-за горизонта и обступали со всех сторон, древние, равнодушные к человеку, бывшему лишь песчинкой на их вечных каменных ликах. Мицуки Поновой перебинтовал колено, вытряхивая за борт старую перевязку, пропитавшуюся кровью. На тряпке были пущены полы ката, снятого с плеч, с того же юката он собрал и спрятал в под сумок два запутавшихся сюдюкена Мирай. Рана наконец-то стала затягиваться, Мицуки пытался запустить восстановительные процессы в поврежденных тканях, но это тело так не умело. Зато по слухам генерировало медицинскую чакру, что должно быть схоже с регенерацией, но почему-то у Мицуки ничего не вышло. А вот со стихией земли повезло, правда, толку от этого чуть он почти не знал техник Датона. Убаюканный стоком колес, Мицуки погрузился в размышления, а пришел в себя, когда на еще небосвод выкатилось такое, что он, забыв о безопасности, высунулся из-за бортов вагона. Полная луна. Красная и огромная, даже горы при виде нее съежились. Конечно, луна светит в оранжевом спектре, когда только-только встает над горизонтом, это эффект от преломления лучей. Но чтобы ее окрасило в такой насыщенный оттенок. Железная дорога вильнула в сторону, внизу открылось ущелье. По дну текла горная речка, которая пенилась и сердито плескала огромные, словно океанские волны на левый берег. Приливная волна от луны. Странно, что вслед за таким гигантским спутником горы с места не сдвигаются, хотя где-то под землей что-то скрипело и тяжко вздыхало. Ветер дул бешеный и атмосферное давление, вероятно, тоже скакало быть здоров. В прямом смысле этого выражения. Вокруг точно другой мир. И значит, Мицуки следует как можно быстрее во всем разобраться и вернуться, прихватив кота. Там, дома, без него Барута может заместить мамушики. Или Сарада с горя пробудит Шарингана и начнет слепнуть. Родитель вскользь упоминал о побочках дадюцу, а Мицуки не будет рядом и не сможет помочь. Ну уж, нет. И он презрительно сощурился, глядя прямо в лицо багровой луни, отблески восходящего суперлуния. Суперлуния-полнолуния, когда Луна подходит к Земле на максимально близкое расстояние. В мире, куда попал Мицуки, все полнолуния по сути суперлуния. Окрасили комнату в кровавый цвет. Даже белый с окантовкой веер на стене почудился красным. В случае слабого взаимодействия мы наблюдаем целых три калибровочных бозона вместо одного, что, несомненно, нарушает стройность теории. Каваки выключал карафон. Он опять считал в темноте. Глаза устали, пришлось снимать очки и тереть внутренние уголки. Все равно методологии калибровочной симметрии не усваивалась, а виной всему был Кавакилох, объелся и блох и от кайфа чуть не сдох. За что ему это? Тое заткнись, процедил Каваки сквозь зубы. Тоя счастливо заржал. Он скакал по дивану в разобранном виде служившему Каваки постелью, и изображал из себя пирата. Но для представления нужны зрители, а так как Каваки его игнорировал, то и бесился. Кавыки лох, объелся блох. Каваки включил лампу, загрузил на карафоне первую попавшуюся серию любимого мульта, то и сунул ему под нос. Мальчишка с криком Йохаха шлепнулся на диван, вцепившись в карафон. Дома ему мать такое в руки не давала. Несколько минут тишины Каваки обеспечены. Слабые взаимодействия, отдельно взятые, не представляется возможным описать как калибровочные поле, следовательно, Следовательно, мне нужно, чтобы кто-то из учиха пробудил Риниган. Вспомнили сегодняшние слова Шиначику. Мысль о калибровочных полях сбежала, не успев оформиться, зато вокруг Шиначику закрутились догадки. Каваки не сидел на месте, принялся мерить шагами комнату, так думалось лучше. Шаза вообще вел себя странно. Может, это после того, как они провалили миссию. А ведь как радовались сначала. Первые из выпуска получили задание за периметром. А в итоге вышло что-то невнятное. Да, они благополучно доплыли до предполагаемого центра странного водоворота. Приблизившись к Земле 14 лет назад Луна перемещал такие высокие массы воды, что в момент отлива острова затонувшего архипелага обнажались. На это и был расчет. Но что они нашли? Скалы, песок, водоросли и ракушки. Куачок Земли не больше квадратного километра. За прибрежными скалами обнаружились остатки разрушенных колонн, спускающиеся вниз концентрическими кругами лавки ступени. И внизу что-то вроде кострища, огороженного камнями, похожими на клыки. Между зубцами, испешеренными письменами фуин, светилось защитное поле, и в середине всей конструкции деревянный куб, 5 на 5 сантиметров. Со спиралями узумаки на отполированных боках. Кавыки не разбирался в артефактах. Его целью значилось те самые артефакты найти и транспортировать в Канаху. Шиначику без проблем вытянул куб из защитного купола, и сокоманднику, по праву крови испугавшись ловушек, сокровища давили. Так он увертел находку в руках, пока они грузились на катер, капитан заводил мотор, а Катаски крутился вокруг со своей энциклопедией подводного мира, используя ее как подставку, чтобы разложить на обложке блокнот и набросать схемы очередного бесполезного нинджета. А потом случился повал в памяти. И очнулся Каваки уже посреди моря, на борту катера, и еле успел схватить за шиворот съезжающий за ограждение Барута. Катаски и Нанит Капитан валялись рядом в отключке, Шинайчику запутался в декелаже, а впереди, прямо на поверхности моря, крутился вихрь триграм Джей Джейсонси. Вот только против кого он бился непонятно зато от его 256 ладоней поднялся такой ветер, что море разродилось мини-штормом, и шиначик укинулся и усмирять смирять его футаном. А кому еще? Барута в несознанке, но не Джейсон Си рвется в бой со своим глюком, а у Ковыки только техники огня в ассортименте. Море утихомирили, растерянный и слегка невменяемый наставник вернулся на борт, но артефакт пропал. Испарился. Конечно, Шиначику расстроился. Так гордился этой миссией, на которую могли послать только его, наследного Узумуки. Так хотел выслужиться перед отцом. И такой облом. Да и Каваки хотел показать себя. И Барута не улыбалась возвращаться, поджав хвост. Они отделались отчетом у Хакаги, на задание поставили гриф «Выполнено», потому что по документам они сопровождали океанолога и вернули его в целости и сохранности. И неважно, что их липовый океанолог в биологии не в зуб ногой, Главное, что в халате и с корочками научного сотрудника. На Джейси он катаски, наверное, допросили подробнее, кого это допускал. Скорее всего, даже Анбу. Миссия была секретной, она а все секретное накладывают лапы разведчики. Но с них, детей, и взятки гладкие, они просто исполняли приказы, так ведь. И перед друзьями седьмая команда могла задирать нос и говорить, что выполнила задание, не подкопаешься же. Так почему же иначе Курас переживался? «Кавакия, а ты привез мне с моря гостиниц? Отвлек я. Мысли, что ли, читает? Нет, просто мультик у него про пиратов. Кавыки порылся в карманах, кинул малому первую попавшуюся конфету. Затарился в ларьках порта. Украдкой, не хотел, чтобы узнали, что он сладкошка. Карафон был отодвинут на подлокотник, то и зашуршал оберткой, прочел по слогам веселый боцман. А почему он веселый? Потому что конфета с ромом ляпнул первое пришедшее в голову кавыке. Мысли витали далеко. Боцман на С ромом. Оживился то. Йохаха, и бутылка рому. Кавыки высыпал на ладонь оставшиеся конфеты, на всякий случай проверил, правда ли искомая с ромом. Нет. Ну и славно. А то накормил бы ребенка, потом отвечать пришлось он не подписывался с ним сидеть. Но его мать, юмы сегодня утром сорвалась на побережье, как раз туда, откуда вернулся Каваки в портовом судостроительном институте. Училась ее старшая дочь Тока, которая серьезно простудилась. Настолько серьезно, что мать поспешила к ней. Отец семейства давно развелся с юмы и перебрался в столицу. Вот и получилось, что их младшего шестилетнего болтуса-то ни с кем оставить. Разодранный, чуть ли не уничтоженный клан Учиха держался вместе и сообща заботился о детях. И крайнего Квыке, который после обеда был свободен, отрядили забрать то из детского сада, захватить из дома его вещи и понянькаться. Любопытно, кстати, миссия седьмой команды и болезнь только совпадения или нет? И почему многообещающий Тока, шустро дослужившийся до Джанина, стрельнула в голову уходить со службы и уезжать учиться на морского инженера? Не сказать, что Каваки с ней хорошо общался, но морем она не грезила, хотя, может, и грезила. Вон ее братец с ума сходил по пиратам. С их родителями истории тоже мутны. Они развелись, но ему сам сохранила фамилию Учха и как ни в чем не бывало жила в клановом квартале, хоть квартал и насчитывал ныне всего семь домов. Когда Тикасан приезжал из столицы, он останавливался у бывшей супруги в своем бывшем доме. И то и у них родился спустя два года после развода, Кавыкиа, а давай играть, давай ты будешь капитаном жуткой Джонки. Джонка восточное парусное судно. Выпросительный знак, отвянь. Ну-ка Кому говорит циц Ты злой. Я не злой, я циничный скептик. А ты дурак, потому что таких слов не знаешь. Той не растерялся и показал ему язык. Руки чесались отвесить ему под затыльник: А у меня есть шаринган, а у тебя? Нет. Завел Тоя. Когда он начинал говорить с тягучими интонациями, это означало, что у него пластинка заела. А у меня есть шаринган, а у тебя? Нет. У тебя тоже? Нет. Я пробуду. Пробуди сначала, тогда и поговорим. По понятным причинам почти все новое поколение учиха являлись полукровками. И с пробуждением Шарингана у некоторых возникали серьезные заковырки и тоже был полукровкой и слишком мелким, чтобы диагностировать, унаследовал он дадюцу или нет, но на морду лица получился типичный мучиху черноволосый, черноглазый, вылетает отец из у нас портрета в учебнике. Повезло в генетической лотерее. Разве что с интеллектом не задалось. А у меня есть шарингган Би. Той уже валялся поперек дивана, закинув ноги на спинку. А у тебя нет шарингана. Зато ремень есть, познакомить. Шанайчику тоже сегодня резал по живому своим предложением пробудить Шарингом. Каваки даже обиделся. Он к нему со всей душой уважал, понимал, каково это держать марку перед титулованными родными, быть обязанным соответствовать, а друг взял и в душу плюнул. Те, кого мы подпускаем слишком близко, бьют больнее всех. Но дело не только в этом. Кавыки был отходчивый и нетребовательный к людям. Проблема в том что в сначала не о о салатах и Наруто. Наруто ломтик рулета из рыбного фарша. Может, про какое-то кафе хотел рассказать? А потом спросил о некоем Саске Учиха. И заявил, что ему нужно, чтобы кто-то из Учиха пробудил Ринигам. Это была закрытая информация. Откуда он узнал, что Ринигам это высшая форма развития Шарингана? Допустим, он забыл, что у шестого был Риниган, которого тот лишился. Об этом упоминалось одной строкой в учебниках истории за новейшее время, но особо не афишировалось. Но откуда Ринига наберутся в принципе, знали только внутри клана, и то избранные. Ну и возможно приближенные люди вроде Хакаги. Тот вряд ли проболтался бы за ужином в кругу семьи, Минмузумаки производил впечатление человека осторожного. Тогда откуда сведения у Шиначко? Акихасан поделилась информацией она глава Анбу, а если Анбу допрашивали шизло пропавшим артефакте и о кратковременной амнезии, случившейся на миссии, а заодно разговор зашел о рине Гня. К мозгоправам и манука насчитывание памяти сто никого не отправляли, такое и не практиковалось. Кто в здравом уме согласится вывернуть перед чужим человеком свою поднаготную вместе с самыми интимными подробностями? А седьмой тем более не отослал бы на такую экзекуцию сына. Но вот устроить ему милую беседу за чашкой кофе с Аки Хойсен почему бы и нет? Нет, Кавагин фантазировал лишнего. Везде ему он мерещится. И теория заговора. В дверь позвонили. Кавыки поплелся на первый этаж открывать, то и следом в припрыжку спускался по винтовой лестнице. Кавыки ему не нравился, он этого и не скрывал, даже не называл уважительно. В Японии младшие члены семьи обращаются к старшим детям брат или сестра, но не по имени но прилепился как намагниченный. И первым заверещал тетя Акиха. Вспомни солнце, вот и лучик. Акихасен стояла на пороге, в обычном деловом костюме, совсем не мятом после рабочего дня, будто только что выгладила. А может, и правда перед выходом переоделась. У нее таких костюмов, наверное, тысяч. И все черные, чтобы кровь была незаметна. Здравствуй, Каваке, вежливо улыбнулась Акихасен, и уже широко и ласково облапившему ее ногу Тоя. «Привет, лихой пират! Как в детском саду день прошел? Скучнецки! Тетя Акиха, а у Кваки интереснее, у него мультики есть и конфеты с ромом. А ты пробовала пиратский ром? Куда уж мне, акиха сын нахмурилась, касаясь на кавыке. Не было никакого рома, буркнул тот. Не кванта. Ну да, ты же тетя, а девочкам пить не положено. А я морской волк. Тратарил Тоя. Кавыке, потом угостишь, вынесла вердикт Аки Хасан, проходя в дом, а ты проконтролирует, чтобы я не опьянела. Так, эта сумка вещи то. Спасибо, что собрал, приглядел. Я его заберу на ночь, он маленький, ему женская рука нужна, а ваша мама сегодня, кажется, на дежурстве. Именно так, кивнул Кавыке, в мыслях отплясывая пиратский танец. Малого забирают. Пират, пойдешь к тете Акихе а братец Шин дома? Насторожился Сито. Братец Шин рано ляжет спать, ему завтра на задание. Тогда пойду. Договорились. Поиграй пока, сейчас мы пойдем. Каваки задумался. Шина отправляют на задание. А Шин Анбу? Хм, его тоже в порт стран огня. Медом там, что ли, намазано. Но спрашивать о таком не принято, а как хотелось. Чтобы не разнервничаться, он принялся считать тиканьи на стенных ходиков, окруженных семейными фотографиями и коллекционным оружием. Той умчался вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Телескоп Трони Шубью. Пригрозил в Аки Акихасен могла его отчитать за грубость. Это он бы пережил, а вот отпечатки чужих испачканных в шоколаде лап на линзах телескопа однозначно нет. «Отец дома?» — спросил Акихасен. «В кабинете», как получил от вашего агента какой-то пакет, так и засел его анализировать. Он, если заинтересуется, в себя уходит, ничего не замечает. Как и ты, подмигнула она. Кавыки смутился, пряча глаза за стеклами очков. Она расслабила узел галстука. Ясно. Кавыки, ты что-то хотел спросить. А вы, как она догадалась? Ваши люди беседовали с Меджейсионсем или с профессором Катаски? С чего ты взял? Ее взгляд резал хлещи бритвы. Каваки ненавидел бритвы, иглы, канцелярские ножи, куна, катаны, топоры, что угодно, но только не тонкие, тоньше волоска, лезвий, что рассекают плоть глубже и опаснее всех. Особенно если их заставляют глотать и остается только умолиться, чтобы не истечь кровью. Что ответить? Сказать, что виделся с профессором, тот о чем-то таком обмолвился, и тем самым подставить катаски, или подставить наставника. Пришел к выводу, что это было бы целесообразно, в нос протянул Каваки, напуская на себя занудный вид и поправляя двумя пальцами очки. «Тебе есть что дополнить к вашему учету? Если хочешь, можем поговорить неофициально, без протоколов, по-родственному. Как на это смотришь?» кавыки задумался. Он мог добавить, что в сошел с ума. И спросить, не рассказывала ли о каких о А если не рассказывала, то предупредить, что вшиначку об этом откуда-то знают, что самому по себе, подозрительный и в перспективе может угрожать всем учха. А Кваки очень-очень хотел, чтобы его признали полезным. Нужным клану. Чтобы с ним вот так беседовали, по-родственному. Чтобы не прогоняли, ведь если разобраться, зачем он им нужен, без Шарингана. Выслужиться перед главой Анбу было так просто. Вспомнились первые дни в Академии. Как от него, переростка явившегося в середине учебного года, шарахались, дразнили кавыки, который жрет таяки. А девчонки строчили сообщение в мессенджер якобы от незнакомки, которая стеснялась назвать свое имя и тайком писала, что влюбилась, что он такой мощный и высокий, что он таинственный учиха что она воспылала. Да-да, так и сочиняли. И дружно читали вслух его неуклюжие ответы. И ржали, когда он выискивал незнакомку глазами. И вообще это была злая шутка а Шиначку ему об этом рассказал. А потом предложил пойти с ним и Шакадем на обед. И демонстративно сел рядом за одну парту. Если бы Шиначку не протянул руку помощи, вряд ли бы кто досужился. Так бы Кавыки очмырили все время обучения. Барута тогда молчала, считая, что каждый должен выкарабкиваться из юмы сам, но может, она просто многого не видела. В отчете я все указал, — ответил Кавыке, — «сам не вери, что произносит именно эти слова. Если вспомнишь что-то, то сообщу, но это не точно, так как память у меня отличная. Просто миссия выдалась, крайне нелогичной. Многие миссии Шиноби непонятные. Твоя задача не понимать, а выполнять то, что от тебя требуют. Иногда это самый верный путь, чтобы достигнуть цели. Ладно, если что-то вспомнишь, даже самую малость, обязательно сообщи, выслушаю. Я не кусаюсь. Акваки только умолчал, считал текание часов, и тупо смотрел, как она пересекает коридор, поворачивает направо, стучит по двери кабинета и тихо спрашивает "Обита а сама: я войду. К вечеру ветер нагнал тучи и зарядил мелкий дождь. мимо раскрыл, прихваченный из резиденции зонт, поднялся по ступенькам приемного отделения, едва не поскальзываясь на глянцевых мокрых плитках. Как тут медперсонал ноги не переломал, Сакура вышла из белых дверей, на ходу оборачиваясь и что-то говоря оставшимся сослуживцем на посту. Потом перевела взгляд на Минму и улыбнулась. Улыбка получилась кривоватой, а значит, улыбкой вовсе не являлась. Проявление нервов. Кьюби радостно завилял хвостами. Минму поднял на Джину зонт, как только то вышла из-под козырька навеса. Дождь тонко барабанил по листьям и траве. «Что стряслось?» — спросила Сакура в лоб без расшаркиваний. Дождь пошел, пожал плечами Минма. Решил встретить тебя с зонтом. Лучше шинобелиста идеальный сопровождающий для лучшего врача. Лучше у нас главврач Цунады а я все готов за хирургией. Чоп твои и ренины понимали в колбасных обрезках. Отвечаю, ты лучшая. Зон качнулся, и по нему на плитке стекло струйка воды. Засчитала бы комплимент, если бы не чувствовала, что это прелюдия к чему-то, и ты же знаешь, у меня есть запасной зонт на работе. Просто так ты бы не пришел. Сакура поправила джутовую сумку на плече. Не хочешь, чтоб тебя муж встречал? Попытался перевести в шутку Минума. А ну признавайся, кого другого ждала. Балбес, она беззлобно ткнула его в бок, потом взяла под руку. Пойдем, здесь неподходящее место для разговоров. Они тихо двинулись прочь от госпиталя, по дороге, освещенной фонарями. Людей навстречу попадалось мало, лишь несколько раз с ним вежливо поздоровались, Хакагисума И однажды с Сакурой. Из-за туч вечерние сумерки казались особенно густыми. Не гудела привычная мошкара, не щебетали птицы, всех разогнал дождь. Мимо ненавидел суперлуни за резкую смену погоды, только что стояла жара, и вот уже налетел ветер, нагнал прохлады. Из-за облаков багровым глазом смотрела луна. Юби хотелось на нее тявкать, и мне передалось его беспокойство. На крышу бы залезть, запрокинуть голову, заныть протяжно. Бред какой! И близость Луны Минма напрягала, и вызываемые этим катаклизмы, и зловещий цвет. Разве что чудесные розовые волосы Чин при таком освещении казались красными, как укушены, и осознание этого бархатом гладило сердце. Может, мима действительно выбрал в спутнице жизни девушку, похожую на мать? такую же яркую и с характером. А еще поговаривали, что ее дед, отец четвертого Хакаги, был Нукинином Зузыши, но в официальных документах в соответствующей графе стоял прочерк. Очень может быть. Слишком многое связывало их страны, что даже после катастрофы в водовороте бы. Большая часть спасшихся нашли пред в стране огня. Дело давно минувших дней, которые порой напоминали, что не прошли бесследно. К примеру, Месяц назад отец расшифровал таки еще одну нагаута. Нагаута — длинная стихотворная форма, иногда из сотни строк. Из сердца туманов искал, запутанного исчерченного и исчерченного тайнописи свитка, что давным-давно привезла с собой в Канаху мама. Речь шла о ритуале, который проводился на самом высоком пике архипелага в дни летних и зимних солнцеворотов. Активировался священный куб, который привлекал, как бабочку и заставлял мерцать в тенях шесть омутов мудреца шести путей биджу, то он есть приманивал хвостатого. А Канухи был позарез необходим еще один биджу, слишком много их хвостатого брата числилось бесхозным, потому и отправили на поиски кубыши начку, справедливо рассудив, что Фуин, пещеряющей постройки водоворота вдоль и поперек, не активируется против кровного Узумуки. Мемор рванул бы сам, но был привязан к креслу Хакаги. Пожилую маму отправлять не хотелось. Шиначику, как генин, должен был справиться. Сакури Минму все рассказал, потому что, в горе дело с Кубом, последующей поимкой у Биджу, все равно бы пришлось. Она была против. Догадывалась, что Джинчирики станет кто-то из детей. Минму уговаривал сам надеялся и верил, что удастся запечатать хвастатого зверь зверя в янтарном горшке очищения, с которым виртуозно управлялась Тентин и тогда делать кого-то джинчурики не придется. Похоже, это и называлось сделкой с совестью, и лучше запретить себе об этом думать. Тем более в любом случае не получилось. Куб пропал. Каким-то совершенно удивительным образом. Будто сами души погибших узумаки вернулись за своим сокровищем. Амиму побаивался привидений и только и осталось уговаривать себя, что уж почившие предки ему зла желать не должны. Что-то шиначко, Шепнула вдруг жена, сжимая пальцы на его локти и вырывая из потока мыслей. Ну, мимо мог соврать, что отправил его на срочное задание, вот только Сакуру не проведешь. Лучше сразу выложить правду, чтобы хоть с женой не пришлось изворачиваться, мучительно вспоминая, что и кому он врал ими спокойствия и безопасности. Ей будет больно. Но она Кунаичи, а не трепетная фиалка, хотя порой это и забывалось, когда Миммо видел ее в кругу семьи. Шиначан сбежал из Канохи. Что? Пожалуй, вышло слишком грубо и поспешно. Надо было помягче, дозированно подавать информацию. Отец всегда умел. Как это случилось? Сакура остановилась, железной хваткой тормозя его за локоть, рассерженно глядя в глаза. Ты что-то знал? Это из-за твоих дурацких поисков сокровищ. И почему, ради всех богов в Шинобе, ты торчишь здесь, а не ищешь его? Сакурачен, тише. «Бжалста, тише!» — зашептал он. «Пойдем, не привлекай внимания и не ломай мне руку, она мне еще пригодится». Они двинулись дальше по мокрой мостовой. «Я Хакаги, я не могу покинуть пост. Но я отправил за ним отряд. никакой то матерый Джанин дезертировал, нашего пацана шустро вернуть, главное, чтоб Чикро патрулил у не засекли. И я понятия не имею, что на него нашло. Сама знаешь, утром сиганул через окно» оделся иначе. Бросил карафон, последнее было понятно и даже дальновидно. Сенсоры потеряли шиначику на расстоянии в 30 километров. Спутники могли отследить его карафон хоть на другом конце географии. И ты, ты. Сакура пальцами отвела волосы с лба на макушку, вцепилась горстью. Ты же специально молчал, лисья твоя морда. Я звонила, спрашивала, а ты врал, что он на третьем полигоне сына Шикача. И я вела даже кваки в окно увидела. Он приносил своей матери обед, подумала тогда, да, Шиначан с десятой командой, поэтому кваки не с ним. Дура. Я как чувствовала, что ты мне зубы заговариваешь. Когда это случилось? Почему его до сих пор не вернули? Успокойся. Ты ж у меня самая мудрая. Стойкая. Я вопрос задала. Мимо не знал, что делать. Сердце ныло, привлекать ее к себе, гладить по волосам, делясь силой и уверенностью, хотя какой уж там. Посреди улицы не с руки. Слухи пойдут. А дома надо будет держать лицо перед Ханычем. Я иду за ним. Сакура метнулась из-под зонта, мимо вернул ее обратно, обняв за плечи. Падающий зонт перехватил чакровый хвост лиса. Сакурачин, не делай глупостей, ну. Но... Я сейчас делаю глупости, когда стоя на месте, а сын, — кипела она, врываясь из его рук. «Мы останемся в Канухе. По крайней мере, пока Хината в деревне. К демонам Хинату. У меня сын пропал, Шинара». Мимор развернул ее лицом к себе, тряхнул за плечи. «Ты мать не только Шиначку, но и Ханами. Подумай о ней. Хочешь рвануть за вполне самостоятельным пацаном и бросить дачу?» Сакура замерла, пристально вглядываясь в его лицо. А еще ты первая госпожа Канохи, уже спокойнее сказал Минма. И дочь Хакаги. У тебя долг перед людьми, которые на тебя надеются. Услышь меня. Мало ли какой светский прием захочет закатить лунная сука, если я не явлюсь, сразу что-то унюхает. И первая госпожа Канохи должна будет меня сопровождать. Сотвори клоны и набрось на него хинги. Хочешь обмануть Хинату с Бьякуганом? Я ей морду набью. Пообещала Сакура давно хотела. И плевать мне на последствия. И пойду возвращать сына. Что же он творит, зачем? Она повесила голову, и мимо опять ее приобнял и медленно повел по улице, огибая сверкающие в свете фонарей лужи. Пахло жасмином, ветер срывал душистые лепестки вместе с каплями дождя, бросая под ноги. Сакурачин, я спросить хотел, ты ничего не замечала за шиначку в последнее время? Откуда? Все как обычно, Наверное, все родные оступившихся так говорят. Сакура сжала руки в замок на груди и... Браслеты звякнули друг от друга. Мимо чувствовал ее тепло. И нервную дрожь. И пытался держаться сам, хотя волнение крыло. Это точно из-за грибаного биджевого артефакта. Ты головой поехал со своими амбициями и наследием Узукаги. Ты понимаешь, что эта вещь досталась твоим долбаным предкам от реку до Синина, а ему от Кагуи? ты отдаешь себе отчет, что мы ни шиша не знаем о принципах ее работы, о рисках. И ты отправил за такой опасной вещью сына. Да я тебя. Я тебя. От калашмачу, честно. Калашмать, разрешил Минма. А эта вещь точно исчезла? Точно. Кьюбиш обнюхал лисенка, сказал, что чует след артефакта, но остаточный. Куб выработал ресурс и уничтожился. И хорошо. А может, может. Шина не поверил и отправился искать этот биджи в Куб. «Ты же знаешь, какой он гиперответственный!» Тож об этом думал, но не сходится. След оборвался на железнодорожных путях, откуда поезда уходят в северные края. А Куб потеряли, считай, на побережье, на востоке. мимо гадал, что поманила Шиначку на север. Страна горячих источников, где вечный праздник жизни, и горные дома, буйный цвет преступности и легкие деньги — страна железа, где нет шиноби и никто не использует чакру, зато все спокойно живут под защитой лунян? Или страна молния, куда нынешняя молодежь рвется, как мотыльки на пламя? Ты мне обещаешь? Сакура сглотнула и сказала решительнее. Нет, обещай, что вернешь его домой. Завтра же. Верну, кивнул Минма. Кахан Яманоко выделял в поисковый отряд Кахаку, толковый мальчишка, не из болтливых и боевик хороший. Шикамару отправил свою ученицу с Инте. Ну и мои родители на месте не усидели. Не ты ж знаешь, разве их удержишь, когда внук пропал? А с Хинатой им общаться не обязательно, а если кто спросит, отбрехаюсь, что старики ушли по грибы по ягоды. Минмы смолчал, что один отряд на перехват Шиначку уже был выслан. На удачу внешние границы Канухи сегодня патрулировали Акита Инузука и Нузука и Сенте Сарутеби. Девчонки были жизнью обязаны Сакуре когда-то после неудачной миссии жена их из лап смерти вытащила. И о том, чьего сына они искали, будут молчать даже без лишних просьб. Шикамар уклялся, что не проболтается, Кахан посвятил в курс дела только Кахаку, который засек пересечение периметра и идентифицировал чакру нарушителя. По возможности, мимо не хотел больше никого привлекать. Даже главу Анбу. Ее в первую очередь. Пусть лучше роет дело нападения на Тукаучха. В общей сложности о побеге Шиначик узнал и девять человек, включая Сакуру, и все равно Минме казалось, что это слишком много. Чем больше народу в курсе, тем труднее дело замять. Как сложно балансировать между Хакаги, гарантом закона и защитником всей Канохи, и главой семьи, у которого жена мечется и переживает, а сын далеко и нет возможности лично прийти ему на помощь. И еще Минма не собирался рассказывать о том, какая судьба постигла Киту и Сенте. Все равно этой информации ничего не даст Сакуре, только подкинет лишний повод для нервов. Шиначан обвел двух чунинов и вокруг пальца и скрылся. Настолько быстро, что Кьюби потерял его чакру, а пес Акиты след. Хотя оба музыка были не в лучшем состоянии. Сенте, едва придя в себя, сразу продолжила преследование, а вот Акита загремела на больничную койку с отеком верхних дыхательных путей. Судя по отчету, Шиначику будто знал, как действовать. Положим, с Сенте он мог иметь дело через Шакадая. Но Акиту в глаза не видел, а она к тому же была в гражданской одежде и татуировке и закрасила пудрой. Тут бы возгордиться за сына, да повод не тот. Аханами. повесила голову Сакура. Кьюби рвался ее утешить, Мину мысленно погрозил ему кулаком. У них установились слишком теплые отношения. Еще с того дня, вернее, с первой ночи, которая до сих пор вспоминалась отблесками такого же алого суперлунии, облятая этим колдовским светом возлюбленной, будившей в нем, как та луна, прилива безумия и чистого восторга, когда на утро Сакура проснулась в одной постели со спящим Минмой, наполовину обратившимся лисом. Можно сказать, с чернобуркой ростом с человека. Перепугалась тогда до ужаса, но не смело протянула руку и почесала к ее ухом и тот, рассчитывающий ее устрашить, поплыл. И потерял контроль, и пробудившийся мимо отвоевал себе тело обратно, а Кьюби загнал под дополнительную цепь. С тех пор Лис уважительно назывался Кура не самка, как всех остальных представительниц противоположного пола, а партнерша. Иногда наша партнерша, за что мимо посильнее затягивал цепь у него на горле. Ханичин, скажем, что братика отправили на срочную миссию, вздохнул Минма и будем при ней улыбаться во все 32. Сакурачин, бжалсту бжалсту. Держи лицо перед дочей. Нечего ей душу урвать. Скоро Шиначан вернется, и все станет по-прежнему. Хотелось бы верить, шепнула она, прижимаясь крепче в поиске поддержки. Как я смогу сидеть в конохе и просто ждать? А знаешь, тебе никогда не снились сны, такие яркие, как сон внутри сна? Мимо кивнул встречному прохожему, Положил холодную ладонь Сакура на сгиб своего локти. Освободившийся рукой перехватил зонт, отмахиваясь от чакровой лапища. Лис на это фыркнул, и вскоре талию Сакуры наплел пушистый черный хвост. Скотина ты с блохами, отругал Кюбиминама. Мне вот снятся. И пару недель назад, незадолго до миссии шиначку, я проснулась во сне ночью в темноте на диване. Будто бы не моя квартира, но я там каждый угол знаю и кругом такая тишина, аж в ушах звенит. И будто понимаю, что мой ребенок на задание. И моя кровать в спальне пустая. И никого рядом, совсем. Такой страх навалился и одиночество. А потом проснулась дома, и ты под боком сопишь. А теперь думаю, а вдруг этот сон вещей. Минма, я так не могу, не могу снова жить сиротой. Не дразни, пожалуйста, Асуцуки. Не заигрывайся во власть. Я не хочу никого из вас терять. Я с тобой. Но Шиначан, и его вернем, и он нам все расскажет, куда пошел и на кой. Ох, мин мы. Так и шли под одним зонтом, под шелест дождя, под бликами фонарей. Дома ждали тепло, сухость и маленькое солнышко ханами, только вот спокойствие не предвещалось. Но придется создавать его видимость и обманывать самих себя, что все хорошо. Только что же хорошего, если их маленькое счастье, припрошенное годами привычками об этом, оказалось мнимым. Раз прямо под носом что-то происходило с их сыном, что в итоге вылилось в побег, а они ничего не заподозрили. И как после этого верить, что вся остальная жизнь не рассыплится карточным домиком? Ночью пошел дождь. Мицуки ускорил круговорот чакры, чтобы прогнать сонливость и стимулировать терморегуляцию и иммунитет, но с меридианами этого тела он справлялся плохо. Энергетические маршруты срывались и стопорились. Потому холод начал пробирать до костей. Колеса монотонно стучали, жесткие доски отбили бока и подарили парочку за нос. Дождь забирался под одежду, вместе с сухостью унося и тепло. Мицуки по змейному свернулся тугим калачиком, поджал ноги, скрестил руки на груди и, обнимая себя за плечи, даже голову пригнул, уткнувшись лбом в колени. от самого себя хотя бы крохи теплоты. Накрылся с головой ката, но ткань не была водоотталкивающей, и от каждого движения набравшаяся в складках вода стекала холодными ручейками. Он дрожал и понимал, что хотя бы не придется купировать позывы, но в таких условиях отключиться невозможно. Луна пропала за тучами, но все равно светило мутным ржавым пятном, и Митсуки ловил ее от блеск под закрытыми веками. Это ненормально, что она настолько большая. Если на суше из-за нее такие перепады атмосферного давления, то какие же приливы и отливы она вызывает на море? На побережье жить, наверное, совсем нельзя. Неожиданно всплыло воспоминание одного зимнего, нетипично морозного для Канохи утра, когда в классе было невозможно согреться. Как бы далеко Мицуки не отсаживался от окна, не переплетал ноги и не тер руки. Шинасен выдал, наверное, самое странное задание – сочинение на свободную тему это. Представьте, что миру осталось существовать один день, а всего один, потому что на завтра катастрофа случится, к примеру, луна падет. Как вы провели бы день этот? что бы доделали, с кем бы поговорили. Может, проще и не попросили. Напишите от чистого сердца, что вздумается вам. Это хорошее очень упражнение, и в бытность мою шкалером такой режим дано было. А хорошее оно потому, что аутотренинг это, когда на миссии попадал я в безысходную ситуацию, всегда его вспоминал. И осознавал, что по сравнению с днем последним, все не так уж плохо у меня. Явно какой-то подвох, Протянул Наджин. Нет подвохов никаких. Мы должны найти зацепку в формулировке самого задания и в этот последний день предотвратить катастрофу. Гнул свою на Точно. Завопил металл и густо покраснел. Мой отец однажды со своим отрядом остановил падение луны, почесал затылок Шикадай. Я и говорю подвох. Задание умозрительное. Кто из страницы в истории отношений не имеет оно, Мицуки замер над пустым листом, впервые не зная, какой ответ верный. За спиной всхлипнула расчувствовавшаяся Намида. Металл с бешеной скоростью строчил что-то, наверное, план, как он будет всех спасать. Я уже третий раз пишу это сочинение, протянул сидящий слева и в Надо просто жить каждый день, как последний, вот и весь секрет. Проведу его на всю катушку, заявила за спиной Чачо. Закуплюсь вкусняшками, который хотела попробовать. Досмотрю сериал. Потом приму ванну с ванильной пеной. Завернусь в плит с кружкой вишневого какао с зефирками, рядом с ней Сарада прошептала. Надеюсь, последний день папа проведет дома, а не проторчит фиг знает где. Мицуки снова уткнулся в белый лист. Родитель явно не будет сидеть сложа руки, вероятно, укрепит подземный бункер. Он собирался жить вечно, чтобы разгадать все тайны мироздания и какое-то падение луны ему не помешает. Последний день, последний день. Барута на первом ряду улегся на парту, вытянув руки. Как-то депрессивно звучит. Наверное, с мамой побуду. С Химой. Обнимемся и ни за что друг от друга не отлипнем до самого конца. А Бати, пусть как хочет, хочет приходит, хочет нет. Семья, а родитель взял бы в бункер с собой Мицуке. Или Лога на ограниченных запасах еды, воды и кислорода один человек протянет дольше, чем трое, так что они слогом явно будут лишними. А после, когда экосистема планеты восстановится, родитель соорудит себе новых Мицуки, если захочет возродить популяцию людей разумных. Но хоть на прощание обнимет. Суги Цуба обнял. А в обнимательную кучу семьи Узумаки, кажется, не приглашали Мицуки, и навязываться он не имел права. И почему вообще у людей принято обниматься? Какой в этом смысл? И что ждет его после смерти на дальнем берегу, если не настоящим людям туда вообще положено? По верованиям, не подкрепленным доказательной базой, предки встречают усопших на полях в предместьях чистого мира, ждут у разожженных костров, чтобы после проводить в места вечной жизни, но кто встретит Мицуке? Родители Арчимару вряд ли воспринимают его как своего потомка. Он не потомок, он эксперимент, хоть и самый выдающийся на свете. Так и останется бродить вечно во тьме, мимо чужих костров, без шанса найти дорогу в чистый мир. Скучная перспектива. В тот день Митсуки так ничего и не написал. Он вышел из академии, когда уже стемнело. Над крышами всплывала огромная, в полнеба, кроваво-красная луна, и кровь с ее диска стекала за дома, образуя целый океан. Багряная лунная дорожка протянулась через сизые облака к Мицуке. Он хотел встать на нее, но сколько не бежал, петляя улочками Канохи, не мог нагнать. А затем увидел на лунной дорожке Луга в полном боевом облачении, что стоял, повернувшись к Мицуке спиной, а после вовсе двинулся ввысь, вдаль. «Подожди!» — закричал Мицуке, срывая голос. «Стой! Я здесь! Забери меня с собой!» «Зачем?» Все-таки обернулся и лог, взялся за маску. С клацанием снял ее. Мицуки смотрел, словно в зеркало, на свое же лицо, перечерченное шрамом, и вдруг понял, зачем. Потому что мы семья. Лок. Подожди, Лок. Брат. Брат? Ты разве брат мне? Разве тебя со змеи? Посмотри на себя, ты не наша крови. Кто ты? Мицуки споткнулся, Останавливаясь у зоомагазина, где на рекламном плакатике боинузук рекламировал кошачий корм, видел отражение на зеркальной двери. В тех же доспехах, что и Лок, с длинной катаной за плечами. Трясущимися руками снял маску, но под ней оказалось чужое загорелое лицо. Зеленые глаза, светлые волосы, в свете луны чуть отливающие в розовый. Действительно, кто он? Он не из семьи родителей. Он вообще никто. Мицуки впился ногтями в лицо, пытаясь содрать его с себя, доказать, что оно не настоящее, что оно тоже маска, что он другой. Дышалось тяжело и захлынувшей крови. Поезд качнуло. Он приторможивал, подъезжая к станции. Мицуки тряхнул головой, сбрасывая остатки сна, громко высморкался двумя пальцами. Дышать стало сразу легче. Все-таки проспал, судя по высокостоящему солнцу, чуть ли не до обеда. Голова была тяжелой, и в горле першила. Поезд приближался к Инарису. Глава 8. Падение. Мицуки озирался по сторонам, узнавая неузнаваемый местность. Инарису, столица страны звука, в прошлом была заурядным аграрным городком в долине, окруженной лесистыми горами. Их очертания нисколько не изменились, вон выгнавшаяся рогом Воловья гора, в пещерах, под которой он когда-то бился слогом, левее величественные пастушьи, где на заливных лугах пасли скот, но во времена Митсуки эти скалы облюбовали дельтапланеристы. Сейчас не наблюдалось ни дельтапланов, ни канатных дорог, видимо, на склонах опять раскинулись пастбища, как и многие века назад. Но в востоке золотились склоны равнобедренного треугольника рассветной кручи, раньше белые от парников и теплиц, в которых специальные механизмы выращивали клубнику томаты, яблоки, и зелень. Сейчас теплиц не было. Нехорошее предчувствие нарастали снежным комом. Мицуки спрятал ладони в растянутых рукавах из-за дранного но привычный жест не успокоил. Может, он ошибся, и вокруг ней на рису. Но нет, справа мелькнуло знакомое рукотворное озеро, правда, без катамаранов и городского пляжа. Следом, за поворотом, должен был показаться и подром, открывшийся совсем недавно, но вместо него громоздились, судя по запаху, свинарники. Через пару минут будет главный вокзал. Мицуки еще раз проверил, все ли вещи собрал, потер переносицу, чтобы не чихнуть совсем расклеился после пробуждения. И выпрыгнул за борт, приземляясь на руки и ноги. Посадка получилась жестковатой, но он сумел амортизировать ее чекрой. Уже неплохо. В прежнем многолюдном Нарису его прыжок уже бы заметили. Пассажиры на трамвайной линии или разношерстная публика, что всегда трется возле стеклянного, устремленного ввысь выставочного зала. Но сейчас ни трамваев, ни выставочного комплекса не существовало. Мицуки припустил через пустырь к знакомому парку, хоть тот остался на своем месте, правда, поражал неухоженностью. Не снижая скорости, выскочил около беседки на смотровую площадку, Здесь они с Карин 1 апреля этого года ели фисташковые мороженое, слишком приторное для рецепторов, рядом цвела олень сакур, а Карин придерживала широкополую касса. Касса – конусообразная соломенная шляпа, чтобы ее не сдуло ветром. Мицуки тогда сопровождал спутницу на открытие ипподрома, который столь популярны в северо-западных странах, и для посещения которых женщинам обязательно иметь при себе главный убор и платежеспособного спутника. Карин выцерпала, кого смогла, из лаборатории, а именно приехавшего на выходные Мицуки. Вот оно, счастье. Блаженно жмурилась она, подставляя лицо ветру и глядя вниз, где раскинулся современный город. Мирное время, когда-то здесь все было иначе. А запах какой весной пахнет. Лошадиным навозом, уточнил Мицуки. А я люблю лошадей и вообще зверушек, Джува заразил. И ты вроде. Ты же котика завел, я ему в подарок прикупила симпатичную безруковочку с Маному зумаки, чтобы не мир с канаховской зимой. Она явно перепутала кота с собакой декоративной породы. Но так как этот жест был от чистого сердца, Мицуки тактично смолчал, лишь уточнил ⁇ благодарю ⁇ Ввиду наличия у кошек ба. количества конечностей, чем у людей. Надеюсь, что безрукавка также без ноговка так и без хвостовка. Ты отсугица нахватался зубоскальства? Ладно, мороженым ты меня угостил, теперь пойдем сделаешь за меня ставку. Мне рыжая лошадка понравилась, красивая, буду за нее болеть. Разве так прогнозируют возможного победителя? Именно так. У меня чуйка. Захотелось вернуться в то время, хоть Карин тогда и спустила все его месячное жалование. И может, не стоило бросать своего кота на произвол судьбы? Ему могло стать плохо после вакцинации а через две недели делать повторную. Микадзуки, конечно, предпочитал полубродячую жизнь, но всегда знал, что достаточно прыгнуть на балкон, толкнуть лапами дверь, и вот уже внутри ждут тепло, миска чистой воды на кухне и пакет корма с прорезанной в боку дырой. Но кто позаботится о Кате теперь, в мире, где все так изменилось? В новой реальности вместо расчерченного по линейке мегаполиса простирались рассыпанные в разнобой сельские домишки и квадраты залятых водой рисовых полей. До Мицуки долетали запахи застоявшейся воды, тины и гол Повесив голову, он обогнул парк, вышел к вокзалу, от которого осталось одно покрытое желтой штукатуркой старенькой депо. В родной реальности там размещался музей, но здесь депо явно выполнял рабочие функции, Наверху серели облупившиеся буквы, страна рисовых полей. Вот, значит, как. Не страна звука. Страна рисовых полей. Самочувствие и физическое, и моральное, стремилось к нулю. Мицуки покосился на лавочку, но понял, что конечности настолько затекли, что лучше пройтись, невзирая на тяжесть в голове и ноющую рану под коленом, сбивающую походку. И в очередной раз поразился, насколько люди слабые существа. Если бы он мог работать щекрой, как раньше, согрелся бы, притупил чувство глады и жажды, стимулировал иммунитет. Но пока совладать с внутренней энергией не получалось, слишком непослушная, резкая, с явным перекосом в Изначально такие трудно обуздывать, зато после это купается мощью техникой хорошим резервом. А Мицуки привык работать тоньше. По нескольким фронтам, этот поток на преобразование чакры в стихию, этот одновременно на спрессовку энергии в острое лезвие или в вихрь, в зависимости от техники. Как любил повторять родитель, глупо забивать гвозди микроскопом. И чакра Мицуки всегда обновлялась, она была сродни природной, синтезировалась из окружающей среды, отдавая отработанные излишки обратно. В животе заурчала, сбивая с мысли. Проклятие. Я тебя вчера кормил. — возмутился Мицуки. «Что за наказание? Неужели снова надо? Никаких денег на тебя не напасешься. Не урчи, не позорь нас!» Но на Мицуки не обращали внимания. Такой же запыленный, неказистый и плохо одетый, как и все попадавшиеся навстречу селяне, измученные тяжким трудом и припекающим солнцем, небо прояснилось, что особенно тошно после дождя, так как испарения висят в воздухе влажным душным одеялом. Вспомнилось, как в глубоком детстве он прятался в шкафу, где в темноте уютно пахло ветхими сытками, а в плохо прикрытой створке поддувал холод из кондиционера. А в кабинете, за столом, беседовали родители Джува, который только вернулся из страны Земли и отчитывался, как подарил Даймио Фумасам и редкого вида шелкопрядов. Исключительно дружеский жест. Глава Фума подписал наш совместный проект. Шелестящим голосом спросил родитель. Да, зашуршали бумаги. Мицуки завораживала речь Джува, максимально лаконичная и информативная. Самому Мицуки при появлении на свет записали в речевой центр всевозможные языковые конструкции, но ему куда больше нравилось, когда люди умели через малое выразить многое. А обилие малопотребительных слов порой только мешает, так как собеседник тебя не понимает, в чем убеждаешься при разговорах с Сугицу. Еще бы Фулмакун не согласился, захихикал в обычной манере родитель. Помнит, кто сделал остатки его клана правящей династии страны звука. Легко манипулировать теми, кому важно Мишура и титул, даже если фактически за ними ничего не стоит. Зато топор войны закопан. Мицуки знал правящее семейство Фума. Они иногда являлись на аудиенцию, когда он прятался под потолком на балке, и от них вечно пахло ферманами насекомых. Куда делся давно из предыдущей династии, никто почему-то не уточнял. «А это что такое?» — понизил голос родитель. Его спокойное и недвижимое, как холодная ноябрьская вода, чакра недобро сгустилась. Мицуки инстинктивно напрягся. «Панды», — предположил Джува. «Я на миг оставил документы без присмотра. Ума не приложу, когда он успел. Тут и успевать было нечего». Мицуки просил, чтобы Джува показал ему фотографии фениксов и банты стран Земли, а тот ушел делать инъекции и чистить плащ. Мицуки его ждал-ждал, не дождался и от нечего делать нарисовал бант на обороте листов, которые лежали в дорожной сумке. А Джува все не приходил, зато под стеллажом мелькнул полос песочный, и Мицуки ускакал его ловить. И как Фумакун отреагировал? Голос родителей раздраженный? Засмеялся. Поздравил, что у вас появился младшенький. И что у него самого орала из семи сорванцов. Детей он любит, но порой вешается. Рисунки потолкнули его оставить подпись. Не челкопряды. И не дело с контрабандой. При Фумово-Нарису расцвели инновационные центры и высокотехнологичное производство. Да, институт профессора Катаски разрабатывал протезы и нинджеты, но материал для них, особенно искусственные нейроволокные биокомпозиты, поставляли из Нарису а еще отсюда экспортировали обогащенную минералами воду. На площади перед храмом Инари. Инари – божество риса, изобилия, промышленности и лисиц. По-прежнему бил из-под земли источник. Но если фумы давно построили вокруг бювет, провели водопровод, чтобы хватило всем желающим, в этом Инарису остался прежний родник, обнесенный камнями, сболтавшийся рядом на цепочке жестяной кружкой. Мицуки прикинул, сколько людей, не проходивших диспансеризацию, пили из этой кружки, и его передернуло. Он зачерпнул воду и обрадовался, что вкус остался тем же, железистым, солоноватым, с редкими пузырьками газа. Жажда мучила, но мицуки ограничивал себя. Еще не хватало схватить диарею, наверняка это ЖКТ. ЖКТ желудочно-кишечный тракт. Не приучен к минеральной воде. Новому слабому телу нельзя доверять ни в чем. Умылся, повздыхал и упрямо направился к возвышавшейся на севере трехглавой горе. Каждый день с восьми утра до десяти вечера из Нарису туда по натянутым тросам поднимались вереницы вагончиков, но это осталось в другой жизни. Здесь пики трехглавые, кажется, необжитые. Пришлось восходить по извилистой тропке пешком когда затхлость рисовых полей осталась внизу и позади, Мицуки наконец окунулся в свежесть прозрачнейшего горного воздуха, наполненного медом цветущих лугов и сладостью дикой сирени. Отчаянно надеялся на его пресловутый лечебный эффект, а еще на целебную силу знаменитой минеральной воды, благословленной самим божеством Инари. Не нравилась ему заложенность в области переносицы, из-за которой тяжелела голова, а еще густой щекочущий налет в горле, неболезненный, но раздражающий, вызывающий глупое желание вычистить его зубной щеткой. Не получится и вряд ли поможет. Скоро тропа сошла на нет, сменившись неохоженными зарослями орешника, и не осталось никакой надежды, что сейчас они раступятся и откроют вид на деревню скрытого звука, раскинувшуюся на трех вершинах. Сугицу, подожди, нам необходимо продолжить тренировку по киндюцу». Всплыл в памяти собственный голос, как то звеневший по этим склонам. Мицуки замер. Это было незнакомое ему воспоминание. Память о детстве после препаратов родителей, вызвавших амнезию, не вернулась в полном объеме. Некоторые кусочки приходили, когда Мицуки очень напрягался, пытаясь ухватить ускользающие воспоминания за хвост, другие возвращались спонтанно, и ему он был особенно рад, но цельная картинка из -за обломков мозаики так и не склеилась. Считай это тренировкой на равновесие. В мыслях раздался ответ Сугицу. А вот он сам возник перед внутренним взором, на шатком велосипеде. Сугицу петлял между оружейными лавками, что расположились прямо там, где сейчас находился Мицуки. Весьма сомнительно. Ответил Мицуки из воспоминаний. Он судорожно цеплялся за дрожащий руль, яростно крутил педали, но все равно плелся в хвосте. Он ехал стоя, потому что не доставал до сиденья, значит, ему немного лет. Взятый в прокат велосипед вихлял из стороны в сторону. Родитель приказал перевести меня с бокена. Бокен тренировочный деревянный меч. На настоящий затупленный клинок. Рано тебе еще. Я мастер Кендюцу. Мне виднее, к чему ты готов, а к чему нет. Так что молчи, малек, и тренируй равновесие. Они вырулили на улочку с двухэтажными домами на две семьи. В вечерних сумерках зажигались оранжевые фонарики, натянутые между дворами. Разряженного воздуха быстро работающим легким катастрофически не хватало. Но именно из подготовленных в Средней Горе Шинобе выходили лучшие бойцы. Не отставай. Иначе пропустим весь поединок. Говорят, соискатель на место Ватагакури родом из Кири. Ученик откинувшегося мечника Тумана, шарашит одновременно двумя клинками, если не брешет. Надо бы глянуть на этого братана и заценить, отметелит его Юки Морой или... Нет. Лучше бы, конечно, это была сестричка, тогда бы ее проверяла Гурин. Женский бой в грязи это самый сок. Но зато ты посмотришь, что такое настоящий киндюцу. Юки Марусан занимался бумажной волокитой, управленческими делами от Агакури, так сказать, связями с общественностью, он же инспектировал новичков, которые по тем или иным причинам искали пьют в скрытом звуке. Задания зачастую были трудными, деликатными или грязными. Митсуки держали от этого подальше, но сложно что-то утаить от любопытного ребенка, который всю жизнь крутится в лаборатории. Катакаги приходили только когда дело дурно пахло, когда не хотелось привлекать шиноби пяти великих деревень, боясь огласки. Арчимару был истинным каге тенью, что действовал в тени из теня. Каги в переводе и значит тень. Но играть в политику и экономику ему слегка надоело, он всецело отдался науке, делегировав остальные полномочия Юки Марусану. И тот зарекомендовал себя с лучшей стороны, отбирая в подчинение самых надежных желающих. Зло, что борется с еще бы. Льшим злом, почему-то должно было быть элитным, хладнокровным и уравновешенным. Откровенные подонки Ватагакури не задерживались, куда-то пропадали. А родитель на некоторое время переставал жаловаться на неохватку добровольцев для экспериментов. Сугицу врезался в чужой забор и загремел на землю. Все-таки велосипеды достижение инновационные но крайне неудобное. Не вписался. Услужливо поинтересовался Мицуки, глядя, как растекшийся лужи Сугицу снова собирался в самого себя. И широко улыбнулся Сугицу, сам учил его улыбаться. Но в этот раз тот почему-то обиделся. Это не я не вписался. Я правильно ехал, этот угол не там стоял. Мицуки пожал плечами и умчил вперед по велосипедной беговой дорожке поселка, где на лужайках исследователи ниндзюцу устраивали мозговые штурмы, а боевики оттачивали навыки на полигонах под свист Сурикинов и Ляск Кунаев. Однажды бразды правления скрытым звуком перейдут к логу, когда родитель окончательно решит погрузиться в исследование. А Мицуки, младшее дитя, должен сам выбрать путь, основать свой дом и жить отдельно, как испокон веков заведено в традиционных семьях. Но можно ли их семью назвать традиционной? А тем более семьей? Воспоминания прошлого сна тревожно закопошились в сердце. Мицуки снова чихнул. Да что ж такое? Слева вспорхнул фазан и взмыл в воздух с криком. Мицуки отшатнулся и проехался вниз по склону затормозил у обрывистой кромки, с замиранием сердца слыша, как далеко внизу ударяются потревоженные камешки. Обернулся на отроге трехглавой. Без толку подниматься выше, Мицуки давно находился на уровне, где начинался скрытый звук, но вокруг по-прежнему простирался корявый густой подлесок. Значит, осталось обогнуть право пик и выйти на северные склоны. Миновать ущелье, по которому течет река, и оказаться у центральной лаборатории. Раньше, до появления поездов и фуникулеров, даже леща Мару пешим шагом удобнее всего было двигаться от верховья реки Накай дальше, следуя гремучим ущелью, в обход и Нарису и Атагакури. Знал бы Мицуки заранее, выбрал бы именно такой маршрут. Окрестности по-прежнему оставались знакомыми, но непривычно дикими. И Мицуки вдруг остро ощутил свое одиночество. У него отняли близких людей, а теперь место, которое он с натяжкой мог назвать домом, этот мир словно издевался, проверяя на прочность. И исчезновение понятий Родины и самоопределения, которые раньше казались Мицуки просто словами, имеющими значение для общества, но не для него, неожиданно отозвалось грустью. Может, дело в неправильной работе эндокринной системы? Это тело подвержено гормональным всплескам и, как следствие, перепадам настроения, может, в родном Мицуки так бы не переживал? Хотя кого он обманывает? За друзей он переживал в полную силу чувств. Окончательно встроился в социум. Корректно ли так утверждать? И какое это имеет значение сейчас? В пять часов вечера он добрался до гремучего ущелья. Природа и раньше казалась здесь обманчиво нетронутой. Не так-то просто заметить подвесной мост или горящее в любое время суток окна верхнего яруса лаборатории. Оборудованный по последнему слову техники исследовательский центр внешне успешно мимикрировал, мимикрии подражания в животном мире, например, изменение окраски под окружающую среду. покинутое убежища, главный вход, выполненный в старинном стиле с воротами тарими на деле вел в тупиковый конференц зал ведь посвященные пользовались другими выходами, а наблюдатели Шиноби и Сканохи делали вид, что наблюдают, на самом деле давно живя своей жизнью, обзаведясь семьей Мивата Гакури и Нарису играют по выходным в Маджонг Сугицу. Но пусть не лаборатории, Пусть хоть одинокая старушка отшельника на Торлисту Пусть он выйдет навстречу. Пускай бы даже со своими детьми, здешними логом Мицуки, не похожими на себя, хоть в синем трико семейства Ли. Хоть кто-нибудь. Вон на том пригорке шестилетний Мицуки стоял босой полураздетый под падающим снегом. Раньше он понятия не имел, воспоминаний ничего именно это было, тренировки или наказания. Теперь же, опираясь на позавчерашний разговор с Кариной, о его простудах аутоиммунного спектра, догадывался, что родитель таким образом проверял работу защитных систем организма после устранения проблем со щитовидкой. Тот эксперимент сорвал один из шины подхвативший Мицуки на руки и унесший в наблюдательный пункт, оборудованный в стиле облачного шали Яматусон любил пробовать разные архитектурные направления. Там Мицуки отогрели в теплой ванной, Усадили у очага, даже пытались напоить чаем, от чего пришлось отказаться, так как время вечернего приема пищи не наступило. А яматосон подарил ему вырезанную из дерева птичку неопознанного вида. Родитель все-таки довел до конца тот эксперимент, на сей раз без чужих серд, до больных глаз внутри морозильной камеры. Но о его результатах у Мицуки не осталось воспоминаний. А теперь не осталось ни лаборатории, ни того шале. Вокруг простиралась дикая природа, дышавшая первозданной тишиной. И не было ей никакого дела до Мицуки. И никому не было, раз даже гревшаяся на камне гадюка обыкновенная при виде незнакомца скрылась в траве. Он ничего не сказал. Никого не обвинил. Постоял на месте, позволил себе шмыгнуть носом нос ли у него закладывало или он схлипывал. И поплелся прочь. Бродить в горах не имело смысла, но куда идти дальше, без гроша в кармане и без цели в жизни, он не знал. Повторить путь родителей. Поднять эту аграрную страну и превратить ее в процветающий научно-исследовательский кластер. Арчимару за что-то выбрал именно это место новым домом. Но разве у Мицуки есть столько сил и воли? Разве он имеет право задерживаться в этом мире? Перед ним лежала окружная гряда, где Джу учил его охотиться и выживать, а еще управлять ветром. Местности срезали а образные долины, которых раньше не существовало. Сель сошла. Лавина. А в долине темными скалами плыла в небе вершина драконьей горы. Но раньше у нее была кипенно белая шапка, похожая на облако, а сейчас вершина раздробилась, словно разорвалась изнутри, а ледники посерели. И Мицуки догадался, что Драконьей гора, по сути бывшая спящим вулканом, проснулась, а изрезанные долины образовались от потоков лавы. Может, поэтому здесь нет лаборатории. Родитель предпочел переехать. Но почему проснулась драконья гора? По всем признакам не должна была, ее активность прошла несколько тысяч лет назад, еще до Кагуя. Из-за слишком близкой луны. На дне ущелья гремучая река дробилась водопадами. Давно хотелось вымыться, постирать одежду, да хоть рот прополоскать. По дороге вниз кстати подвернулся камень с естественной выемкой, в таком будет проще кипятить воду, чем в бамбуковых стеблях, а еще Мицуки разленился и отправил свой клон на поиски чего-нибудь съестного пустой желудок сводило болевыми спазмами. Следовало жить дальше, он не имел права раскисать, ведь никто не протянет руку помощи и не пожалеет. На берегу обнаружился сухой грот откуда Мицуки выгнал лягушек. Собрал хворост, разложил камни, которых на берегу множество, сгрудил горкой птичьей пухощепу и, и высек над ней сюрикенами искры, добился того, чтобы труд начал тлеть, осталось его раздуть и поджечь растопку. Живой огонь, добытый своими руками, согревал не только тело, но и душу. На миг показалось, что по другую сторону костра сидят Барута и Сараду и громко спорят вдоль или кубиками резать собранные грибы. Мицуки, как обычно, голосует за Барута, тот победно улыбается, а потом шепчет Сараде, что зато она вкуснее всех заваривает чай. Сарада едва заметно краснеет под очками, в сердцах машет рукой и придвигается вплотную, чтобы помочь нарезать грибы. И теперь уже Барута на миг теряется, а потом нарочит громко спрашивает у Конаха Марусинси травы, специи и соль, которые у него всегда припасены а Мицуки улыбается непонятно чему, наблюдает из первых рядов за их брачными играми, но помалкивает, потому что если опять озвучит очевидное, друзья разворчатся. Погруженный в воспоминания, он постирал одежду, развесил сушиться у огня, затем направился к водопадику. Горные потоки всегда холодные. Он ежился от обжигающей ледяных брызг уже на подходе к струям воды. Ноги, погруженные по колено, коченели и приходилось переступать слева и на правую ранущей палой драла. Странно, она же вроде затянулась, не была открытой. Но сравнивать Мицуки не с чем раньше его повреждения зарастали моментально. Наконец он усилием воли загнал себя под водопад, чтобы через минуту выскочить, как ошпаренный. Зуб на зуб не попадал, ветер, гуляющий по мокрой коже, востужал последние крохи тепла. Мицуки как вымылся уже на расстоянии от водопада, протягивая руки и набирая полный горсть морозной воды, который затем плескал на себя, каждый раз вздрагивая. Мечтал бы скорее оказаться на суше и растереться большим махровым полотенцем до красной кожи, но полотенца не было. Когда он посчитал, что счистил достаточно грязи и пота, выбрался на берег. Мыть голову было выше его сил, он только взлохматил пальцами мокрые волосы и крупно задрожал. Дрожь продолжал бить, пока он отогревался у костра, пришлось быстро высушивать одежду стихии ветра, едва не подпалив над пламенем многострадальный уката. Но даже одежда не согрела, Мицуки обхватил себя руками и никак не мог найти место потеплее. Чихать уже не хотелось, нос заложила. Зато получилось закашляться. Вернулся клон с целой охапкой грибов. Надо же, только что вспоминал ту походную грибную похлебку с корнями лопуха по рецепту Кона Хэмару Может, правда сознание оригинала клонов синхронизируется? Расспросить бы Барута. Мицуки вот никогда не увлекался теневым клонированием, слишком это затратная техника, но сейчас она шла как по маслу гриба, он вымыл, почистил, пытаясь согреться в движении, но не помогло. Набрал воды в тот самый подобранный валун с выемкой, высыпал грибы, а после стала нагревать на огне камешки, брать их палочками и бросать в воду, чтобы она со временем закипела. Клон помогал, Мицуки не стал его развоплощать, почему-то иллюзия присутствия успокаивала. Оба молчали разговаривать было нечем. Украдка Мицуки оценивал свою новую внешность, привыкая и одновременно ужасаясь бродяжному виду. Растрепанный, с опухшим носом, покрасневшими глазами. И все-таки кого-то ему этот парень, Шиначику, напоминал, грибная похлебка получилась совсем не такой, как у Конаха и Марусинсе. То ли в специях и соли было дело, то ли в отсутствии корней лопуха, то ли в чем-то еще. Но вода не золотилась, обурела, грибы чернели, а на вкус варева жутко горчило. Он проглотил совсем немного, а так как выливать было жалко, распорядился, чтобы клон доел. Интересно, передастся ли чувство насыщения? В подсумке завалялся сухпайок, его мецуки сгрыз. Попутно обнаружив, что ему больно глотать. Горло словно расцарапывало изнутри, он положил ладонь на шею и вздрогнул от ледяных пальцев. Яростно потер руки разгоняя кровь, а потом прикоснулся к колбу клона. Температура под 38 градусов. Вот почему голова мутная, а апатия пригвождают к земле. Час от часу не легче. В вечернем сумрачном небе раздался стрекот. Мицуки не придал ему значения, мало ли как измененный слух воспринимает сверчков. Но стрекот нарастал, и поднялся ветер, а после в глаза ударил яркий свет прожекторов. Клон от испуга исчез с характерным хлопком. Во рту разлилась фантомная горечь похлебки. Мицуки запрокинул голову, прикрывая рукавом глаза. Сверху повисла странная махина, над которой крутилось нечто напоминавшее рацинсюрекин. Он видел эту технику седьмого, когда Сарада, желающая подать прошение о смене команды, потащила их на полигон, где проводил сбор хакаги. Как давно это было? Оставаться на своих местах. Раздался голос, измененный громкоговорителем чакру не использовать. Повторяю оставаться на своих местах. Мицуки понял, что надо бежать. Подхватил с земли под сумок, кинулся в сторону, пятно света, как приклеенное, двинулось следом. Мицуки был как на ладони. И скрываться вдоль русла реки слишком очевидный выбор. Он кинулся к звериной тропе, по которой спустился сюда. Дыхание избилось, глаза в потемках подводили, руки и ноги сорвались. Из-за лихорадки чакры расползалась, не концентрировалась в ступнях. Пару раз он шлепался на землю, пытаясь удержаться за камни, опять изгваздавшись с ног до головы. Закашлялся. Свет выхватывал его вновь и вновь, сверху раздавались оглушающие слова, но Мицуки не слушал. Что-то громыхало, свистело мимо. Из скалы под ногой высеклась искра. Какой-то ниндзюцу. Мицуки ухватился за выступающий корень, перекинул тело через каменный гребень склона, вжимаясь в выветренную ложбину под ним. Раненую ногу прошила болью, на сверху скальный козырек заскрипел. Свет скользнул рядом и ушел выше. Зашарил по склонам, но Мицуки уже потерял. Он пролежал так какое-то время, слушая бешеный пульс в ушах. Стрекот затих. Мицуки высморкался, перевел дыхание и как выкарабкался наружу. Река осталась далеко внизу, Бежать следовало к левому пику трехглавой, там раскинулась сеть подземных пещер, где можно прятаться бесконечно. Он бросился сквозь заросли подлеска, почти стелясь по земле, пытаясь скрыться в тенях. Передвигаться по верхушкам деревьев опасался, и нога могла подвести, и голова была слишком чумной. Шиначику. Незнакомый мужской голос. Шиначику. Еще один. Не беги, не бойся. Зла не желаем. Мы свои. В этом мире у него не осталось своих. Мицуки, обдираясь, скатился под разлапистый ветви можжевельника, сжался в клубок. Быть тише воды ниже травы. Как не хватало змей и чувства чужой чакры. Он ощущал себя слепым, что средь белой дня на пустой площади пытается скрыться от полиции. Чьи-то шаги вдали. Не зверь, явно человек. И это пугало. В горле запершило, защекотало, словно песком запорошило. Он скрючился, зажимая рот руками. Сухость заставляла глотку судорожно сжиматься, грудь ходила ходуном. Он пытался медленно дышать через забитый нос, из глаз брызнули слезы, и Мицуки разразился над всадным и удушающим кашлем, рвущим связки. Прокли! То и тело! Проклятый иммунитет, давший сбои из-за банального переохлаждения. Его сковало золотыми, тускло-мерцающими цепями. Несокрушимые цепи чакры. Сердце зашлось в безумной надежде. «Карин!» — отчаянно позвал он. Цепи потащили прочь из-под можжевельника. Он упирался, но мышцы отказывались слушаться. Несокрушимые цепи не только сковывали, они блокировали и меридианы, и нервные импульсы. И его поймал не Карен. В десяти метрах стояла пожилая женщина в походной одежде, с собранными в высокий пучок волосами, в сумерках тускло белели седые пряди цепи тянулись из ее живота, тащили Мицуки к себе, как на привязи. А потом женщина охнула, бросилась навстречу, обняла крепко-крепко, взъерошила волосы. чикучику, чику всхлипнула. Живой, живой. чикучику, -чику, что ж ты делаешь? И рыкнула. Девятый умут. Мицуки застыл. Цепи уже не было, но его удерживало что-то невидомое. Типа ласковых рук. Чужое взволнованное сердцебиение. Ощущение ладони в волосах, родитель тоже порой гладил его по голове, редко, все хорошо, все хорошо, родной мой, она чистила, рубила слово. И выговор был странным отрывистым, гортанным. Заставил меня по апостроф гром прыгать. И деда тоже, как козла, горного. Мы тебя с собаками искали. Чику-чику, шли домой, ну. В ее словах текла странная магия, им нельзя было противиться. Хотелось прижаться к людскому теплу, что чудесным образом прогоняло озноб. Сзади по ним ударили лучи фонарей. Всем оставаться на своих местах. Еще один незнакомый акцент. На сей раз певучий. Чакру не применять. Какая чакра, какая? Возмутилась женщина, продолжая прижимать к груди Мицуки. Тут уж не мы, из зинарсу. Внуковец пас, одна, дура, сбежала, он за ней и сам потерялся. Мы его искали. Мицуки повернул голову, щурясь от света. Неподалеку застыли трое мужчин в белом одеянии, с покрытыми головами. С незнакомыми символами полумесяца и солнца или полной луны Иностранного странного вида металлических штуковинных в руках, вроде бумерангов. Глаза, кажется, бесцветные, блеклые. Биякуган. Второй чекропат руль страны рисовых полей засек, как ваш внук материализовал клона. В стране рисовых полей нет шиноби, следовательно, вы еще и незаконно пересекли периметр. Какой скрытой деревне принадлежите? Вы об чем, господа хорошие? Взвизгнула женщина. Мицуки аккуратно потянулся за пазуху, где был спрятан под сумок. Лихорадочно соображал, что осталось из боеприпасов. Пройдемте с нами. Советую не оказывать сопротивления. Мицуки, не глядя, швырнул за спину ворох взрыв печати и активировал их грянул взрыв, одновременно с криком «Небесное вращение». Мицуки нырнул под кольцо рук женщины, оттолкнул ее и бросился на утек, не разбирая дороги. Кусты царапали руки, паутина с трупами мошек оседала на волосах. Горло разодрал сухой кашуль. Сзади раздались то ли взрывы, то ли хлопки, от которых хотелось кинуться на землю. В ушах звенело. щек обдало горячим ветром, что-то со свистом металлическим лязгом отскочило от валуна, через который Мицуки перемахнул. Изверги! Кричала женщина. Не надо! Он же ребенок, дать тебе Мицуки едва успел затормозить на краю обрыва. Сумерки сгустились, было плохо видно, от падения его спас только шум реки на дне ущелья. Затравленно оглянулся. Размытым светлым пятном в темноте приближался мужчина из Хьюга. Вскинул в руке бумеранг. Зачем? Их не так метают. Стоять стихии ветра. Сосредоточился Мицуки. Раздался оглушительный хлопок, от которого поневоле втягиваешь голову в плечи. Живот обожгло яркой болью. Техника сорвалась, Мицуки не ухнул, пятясь на самый край обрыва. Юката вдруг стало горячим и теплым. Мицуки провел рукой по скручиваемому болью животу, пальцы выпачкались в крови, густой и липкой. Откуда? Как? Стоять. Чакру не использовать. В ушах тонко зазвенело. Словно сквозь вату донесся женский вопль. Сти, хи, я. Немеющими губами прошептал Мицуки. Перед глазами возникло небо с первыми звездами, а за спиной пустота, в которую он падал. Чику-чику. Ветер взвыл в ушах. Живот выкручивало болью. Ноги не ощущались, будто их и не было. Спина жестко ударилась о водную поверхность. Что-то проносилось мимо в воде. С гулким упругим звуком Вычерчивала мимо Мицуки траектория. А потом стало совсем темно. И речные волны сомкнулись над ним. Комментарий, глава 8. Падение Зефин. Глава 9 Тот же день или конахский детектив. Телескоп – гениальное изобретение человечества, даже дешевый, для домашнего пользования, который подарила Аквакера дню. Не очень разбирающиеся, чем он увлекается, астрономией или квантовой механикой, им все едино. Зато через телескоп с высоты чердачного окна в подробностях наблюдались окрестности обители Учиха. Рано утром, когда нормальные люди спали, Кавыки высматривал распахнутые ворота, ведущие прочь из квартала. Там топталась рыжая девушка в маске, в длинной юбке и мешковатым рябом свитере чуть ли не до колен. Через пару минут явился Шинучха, белый во всем белом, а вместе с ним его мать Аки Хасан. Дала подчиненным Анбу последнее наставление, пожелала напоследок на распев традиционное «Удачи ей». Кавыки крепче вцепился в окуляр телескопа. Шины и его напарница белка одеты в гражданское, значит, работа предстоит неофициальная или под перекрытием. Разве что в пределах Канухи будут рассекать в масках. Что же все-таки им приказано делать в порту? Лечить только учха? Искать артефакт, который посеяла седьмая команда? Или посеянный артефакт вызвал эпидемию, которая подкосила только и других людей? Кто бы ответил, Шин надвинул на лицо маску Соболя, и двое анбу скрылись в сером тумане. Через час Каваки поджарил себе яичницу на скорую руку, загрузил рис в рисоварку и выставил таймер на полчаса, чтобы домочадцам было, чем перекусить по пробуждению. Мысли вертелись по кругу, как вагончики по кольцевой железнодорожной ветке Канохи. От станции Шиначку к станции разговор с Акихойсен и дальше, кучка с риниганом. Но сидя дома, нервы не успокоишь. И загадки сами собой не решатся. Надо действовать. Вчера он забрал Шиначку с тренировки Иношикача. Ребята могли что-то прояснить. С Чачу говорить нечем, только умеет молчать и глаза в пол тупить. С Энджином стрёмно, никогда не отгадаешь, по поводу чего он закатит истерику. Остался заядлый спортсмен сунских кровей. Утреннюю пробежку Шикадайковаки уже пропустил, но рассчитывал перехватить его у катка. Засел в фойе спортивного комплекса на мягком диванчике, чужой насупленный посреди бабушек и дедушек, которые привели голдящую ребятню на занятия по гимнастике. В глазах пестрило от рюкзачков со значками и пушистыми брелками, цветастых бутылок с водой и раскиданной сменной обуви. В стекленных двойных дверях показался Шакадай с баулом на плече. Йо! Поднялся навстречу к вики. И тебе не хворать, Шикадай на ходу стянул наушники. Какими судьбами? Вас, ботанов, вроде тренировки не колышут. У твоей команды игра сегодня. Кавыки кивнул на доску объявлений. Решил поболеть. Склоняюсь к мнению, что твоя родня лучше поболеет. Он покосился на взрослых, пытающихся организовать своих отпрысков. Навеяло, что, может, и Шикадай сюда также приводили. Приятель выразительно закатил глаза, и Кавыки догадался, что ляпнул не то. Вспомнилось, как год назад Шиначику потащил их на игру силы юности, и после разгромного поражения седьмая команда стала свидетелями разговора Шикадея, пришедший его поддержать Шихасан. Выглядело так, как настоящий ученый, очки с большими диаптриями, небрежный блондинистый пучок на макушке, накинутый на плечи белый халат, а под ним узкое платье, черные чулки и сандалии на шпильках. Каваки даже засмотрелся и потому-то и запомнил эту сцену, я понимаю, у тебя есть все причины обижаться на отца и жить с дедушкой и бабушкой, вздыхала Шихасан. Брак это не всегда счастливая жизнь душа в душу, иногда взрослые расстаются, но это раздоры взрослых, а не детей. И со мной, мачехой, ты дружить не обязан. Но не отворачивайся от сестренки, она же любит тебя, ждет, спрашивает о тебе. Она ни в чем не виновата. Шикадай угрюмо молчал и смотрел на Шихасан как на пустое место. Навести ее. Хоть позвони. Или переписывайся в этих своих модных карафонах. Что ж вы совсем не роднитесь, как чужие. Неинтересно, бросил Шакада и направился в раздевалку, едва не задевших Хасан плечом. Верно говорил Шиначку, никто из десятой команды не вырос в благополучной семье. Потому Каваки поспешил исправиться, я удачи зашел пожелать. Спорт для тебя в приоритете на ним дюцу. Золотые медали выиграть или занять первое место в турнире, или какая у вас принята терминология. Если б ты внимательно читал объявление, врубился бы, что матч товарищеский. Так-то для сыгранности и опыта он важный. Но медали не раздают, а соревновательный сезон еще не открыт. Ладно, не кисня, я засчитал твою попытку. Типа пытался издалека к проблеме зайти, по всем правилам вежливости, спасибо хоть про погоду не базарил проявил интерес к моему увлечению, все как по книжке «Как завоевать собеседника». Считай, этот пункт мы закрыли. Давай, выкладывай, что стряслось, а то мне на лёд пора. Ты вчера ничего неординарного за не заметил? Ну, он явно не с той ноги встал. Да ладно, у всех бывают фиговые дни. Но дрался точно странно. Вырядился как на фестиваль. На скалу с мордами Хакаги пялился, может, его сестра обещала Чагато намалевать. Стоп, а вдруг он об этом хотел доложить Шикомару? Что ты -то ведь точно хотел доложить, а я и забыл. За спиной громко засмеялась малышня. А сегодня ты же звонил. Напирал Кавыке. В мессенджерах он не отвечает. Набери его, вы же друзья детства, логично предположить, что тебя он не проигнорит. Шикадай достал из кармана карафон, заскользил пальцами, размышляя вслух. Я ему не писал, он стопудово спит, я один в такую срань бегаю. Вчера тоже было не до переписок, мы с пацанами к игре готовились. Хм, глянь. У него статус не в сети. Может, карафон глючит. Разрядился? Кавыке, что происходит? Пока ничего, вздохнул Кавыке. Значит, ты не отрицаешь, что он вчера был на своей волне, все страньше и страньше. Слышь, умник, шикода нервно сжал ремень сумки. Не могу сейчас смыться, чтобы искать Шизу. Матч очень важен для силы юности. А у вашей тройки три не будет? Кавыки отрицательно мотнул головой. Они не договаривались. Шинайчику сбежал слишком рано, потому не Джейси он си махнул рукой и разрешил всем заниматься своими делами. Но если сверху спустят задание по поимке кошек или прополке фермерских полей, он позвонит. Ладно, сделай доброе дело, сходи узнай, что там как у Шизы. А... Нахмурился Шакадай И отпишись мне, лады. А то у меня Чигату тоже нервяк пошел. Спускаясь по мраморным ступеням спорткомплекса, Кавыки ощущал себя самым настоящим детективом. Было бы неплохо раскрыть это дело, хотя он еще не совсем понимал, в чем именно дело состоит, а после выдать сведения о Кихесен. Или главе клана Мехотадена. Он уже предвкушал, с каким изумлением будут на него смотреть. Но сперва следовало довести расследование до ума. Разговаривать по карафону он не любил. Прощены писать. И собеседник не видит твоего растерянного лица и не слышит неуверенного голоса, и есть время обдумать ответ. Но с Барутой по-другому не получится, она не зарегистрирована в соцсетях, не пользуется карафоном, все, что ей доступно, раскладушка, где кнопки можно и не увидеть но нащупать по двум выпуклостям в центре. Потому Барута пришлось звонить, и, как всегда запинаюсь, договариваться о встрече. Она сразу предложила книжный магазин, Каваки только удивился, зачем ей то слабовидящий, книги. Если только в иском месте продаются аудиоверсии или издания со шрифтом Тиндзи. Тиндзи алфавит для слепых, японский аналог шрифта Брайли. Выпросительный знак, оказалось не то, не другое индукции и дедукции не сработали. Утро людям. Барут отсалютовала тростью, которая в бою превращалась в тонкую гибкую палицу. В сочетании с вращениями Хьюга получалась убойная техника. «Это хорошо, что ты звякнул, я как раз хотела тебя запрячь». «Шиза на связь не выходит, остался ты. Помоги купить подарок братухе». Он сейчас интересуется нейронными сетями, в душу не секу, это за хрень? Но надо задарить малому наднюху. Найдешь такую княженцу. Ты ж башковитый. Найду, подчинился Кваке. Еще бы он посмел возразить, и умело убеждать. Железная химия железного клана. Он так-то тоже клановый. Тот, кто назначил их в одну команду, явно был с чувством юмора, бракованную Хьюго к бракованному Чиха. В магазинчике умиротворяющей пахло бумагой, типографской краской и глянцевыми открытками. Кавыки вдруг понял, что скучал по таким местам, а думал, что давно остыл к книгам, перейдя на электронные статьи. Квантовая физика развивалась по крутой экспоненте, то есть стремительно, информация быстрее появлялась в сети, опровергалась или подтверждалась, чем ее успевали печатать а еще среди шкафов и светлого дерева приглушенно светили напольные квадратные фонари с рисунками глицинии и спелые мушмулы на бумажных стенках. Настраивали на что-то совсем древнее, главное и вечное. А еще с утра было мало посетителей и никто не смог бы помешать. А звуки очень хорошо глушились за стеллажами. Барута стояла у отдела компьютерной литературы, куда ее за руку привел к веке, и зевала от скуки. На висках не выступали вены, в бесцветных глазах не проявлялись зрачки, значит, ее непослушный Бьякуган спал. Интересно, а активировать дадюцу больно? Давай помощи попросим. Сотрудник быстрее найдет, а мы только время ухлопаем, проворчила Барута. Сам отыщу, уперся к выке. С протянутой рукой он не ходил из принципа. Сам справится, не дурак и считать умеет. Разговор есть, понизил он голос. Ашизи. О том... Кулет он опять трубу не берет. И об этом тоже Иковыки рассказал вкратце о своих подозрениях на щит Умолчав лишь о том, что тот был в курсе, откуда берется Ринигом. И чё на? Тихо спросила Барута. Что, что? У нашего Шиза либо крыша поехала, либо у него что-то на уме. Одновременно с мыслями вслух он читал о на корешках, методично, от книги к книге, спускаясь по полкам все ниже. Обычно люди ищут прямо перед собой в хаотичном порядке, но Каваки знал, что его способ эффективнее. И заметь, это началось после возвращения с миссии. Может, он догадался, где артефакт и что с нами случилось, хотел доложить советнику Хакаги, и Каваки сам задумался над тем, что вначале мог сообщить Шикамарусану именно ему, а не своему отцу, что было бы логичнее. Из их с Барута спинами. Сокомандница достала раскладушку набрала на ощупь номер. Механический голос, извещающий, что абонент вне зоны действия сети, услышал даже сидящий на корточках Квыке. Барута с раздражением сбросила звонок. Поделился сведениями с Анбу. Или он сейчас в застенках Анбу, шепнул Кавыке. Глава Анбу тетка из твоего клана. Вот я и хочу ей все рассказать. Че рассказать? Холодно перебила Барута. Эти свои домыслы про Шизу. Выводов у тебя никаких. Рабочей версии тоже одни ошметки идей. Ну а что? У разведки инфы явно побольше нашего. А вдруг все вскроется и выяснится, что мы вовремя не доложили? А ты не в курсе, Анбу допрашивали твоего отца и Катаски? А задницы своей печешь сына? Сощурилась Барута, глядя поверх его головы. Выгородить себя хочешь? Выслужиться. Я не думала, что ты такой шкорник. Почему это? я давал присягу Канухи Хакаги, я блюду безопасности, если что, должен сигнализировать, везде тебе заговоры мерещится. В полголоса зашипел Барута. Так, боец, слушай мою команду. Отставить докладывать Анбу. Отставить подставлять нашего сослуживца. Я тебе не позволю скрыситься, ты понял, на? Иначе я в тебе разочаруюсь. И ты сам себя запилишь. Ну как же, а если тебя спросят, я не раскалюсь ничего не знаю, ничего не видала, что взять со слепошарой. И папашку Анбу не допрашивали, если ты так уж засал по этому поводу. Я подслушал его треп с дедом вчера вечером, в комнате, где вместо бумаги в перегородках свинцовая фольга. Биакуган не глушит, но помехи создает, по губам уже фиг прочитаешь. Как пить дать шухерились от тети суки, пока она у нас гостит, все ходят строевым. Дома привыкли полагаться на зенки и ни хрена не знают, как рулит острый слух. В общем, я к тому, что если папашку и вызовут на ковер, он уйдет в несознанку. Ничего не запомнил, артефакт утерян. Чтобы его в дурку не упекли. А он знает подробности? Знает. Дед его прижал, старперу тоже стал жуть как любопытно за всякие артефакты. Вот папашка все и выложил, как миленький. А мне расскажешь? Или ты не хочешь кросятничать против клана? Я не кросятничаю против друганов чтоб ты зарубил это на носу салабон пусть даже они у меня на головушку больные один тащится по динозаврам другой по заколебавшимся частицам ты хотела сказать колеблющимся это ты меня когда нибудь заколебешь короче друганы для меня много всего сделали они во мне человека видят что уж точно замуж ведь позовет эх лошарик а от семейки я слова доброго не слышала, кроме матушки, нянюшки и хакута. Барута на миг замолчало, за стеллажом, прошел покупатель. Потом неспешно продолжила. «Папашка помнит, что, когда мы отчалили, кубик этот замерцал. А потом перед ним возникла красная баба. Не ржи. да, папашка везде баб видит, но это весело за бортом над морем, с красными волосами и глазами» а потом как зарядит молнией. А папашка бросился ее останавливать футаном, а она превратилась в сову и улетела. Сова над морем. Угу. А перья, как куная, понеслись на него, и он их отражал небесным вращением, когда мы очухались. Знаю, смахивает на то, что там не сова, а кукуха полетела, да наверное, так и было. Красноволосая женщина протянул к веке, выуживая с нижней полки увесистый том нейросети и машинные обучения и водружая на подставленные руки Барута. Держи. Это случайно, не до. Хи погибших узумаки охраняли артефакт. И почему бы об этом не доложить? Бабы, которые мерещатся папашки с недотраха. Совы. Перьякуная. Ты бы поверил? Я сама не верю. Вот и дед решил, что никто не поверит. Может, оно, конечно, подтвердится, а может и нет, но Хьюга даже перспектива позора на фиг не упала, смекаешь. А теперь пораскинь мозгами, если они у тебя еще не все спеклись в твоих извратных многочленах, позитронах и негатронах, нет такого слова. Если ты имел в виду частицу с идентичной позитрон массой, но противоположным зарядом, то она носит назва, а мне насрать. Ты сюда. Слушай. Мне, лично мне. Нафиг фиг не упало пятно на репутацию нашего шиначику, понял? Нет, он наш друг. Мы команда, мы банда, и мы будем молчать в тряпочку, а узумаки – это их семейное дело, сами разберутся. И пойдем уже, я этот кирпич оплачу, и валим на свежий воздух на братуха. Надеюсь, обвяжется с радости. Но сначала заскочим к шиначику. Если он не отвечает на звонки, мы его сами к ответу призовем. В словах Барута был резон, сам Каваки в эпоху карафонов отвы, что с людьми можно общаться просто так. Без предупреждений заваливаться в гости, не уточнив заранее, думали ли они удобно ли им тебя принять. И как он сам не додумался. На подходе к коте Джухакаге на дорогу выскочил черно-белый кот. Каваки схватил за шиворот Барута, чтобы она не споткнулась о животину, кот мявкнул сбежал. Но все-таки перешел им дорогу, паршивец. Не надо. Окуляры пошот спокойно сказала Барута, и Кваки понял, что у нее активировался биякугам. А у тебя очки на Бекринь». Он с недовольством поправил съехавшие с носа очки. Ей даже оборачиваться не пришлось, чтобы заметить: Спасибо, хоть только на это смотрит, а не на белье, как на Джей Барута убрала трость перейду за спину и уверенно продолжила путь. В такие минуты, во время бояки забывал, что она слабовидящая переложил пакет с книгой, висящий, как чугунный мост в освободившуюся руку и поплелся за Барута. Выстраивая в голове примерный алгоритм диалога с Шиначику. Из ворот выбежал и ханами, во всегдашних леггинсах, серой тумнике с капюшоном и с двумя куцами хвостиками за ушами. Красные волосы, как у женщины из Веденина Джейсонсия. Еще одна узумуки. Кавыки стряхнул на вождение. Ханумичин. Помахала рукой Барута в школу. Всегда забываю, что у вас вторая смена. Кнаха росла. Людей приезжало все больше, дети рождались все чаще, начала уже не хватало, и школьники учились в две смены. Прев. Сестрица Барута, братец Каваки. Хана заулыбалась улыбалась от уха до уха, совсем как Шиначику. Они похожи. И Барута, и Хакута тоже похожи, но Хьюга все как под копирку. А вот Каваки и его старший брат были совсем разными. Ханами деланно вздохнула, с утра до ночи к экзаменам готовимся, уже на носу. Блин, если б не предки, после первого триместра выпустилась бы и пошла в летний набор в академию, но я, блин, слишком маленькая, меня отпустят только на следующий год весенний набор, зато попадешь и вместе с Хакута, заметила Барута. Агась! Хоть в чем-то плюс. Болтушка Ханами Тартарила не давала Каваки вопросов задать, а Барута ее еще и поддерживала. Но мне надо скорее в Академию, чтобы стать самой лучшей. Чтоб стать Хакаги. Вот это, я понимаю, настрой. Где? А то. Ханами, перебил Кваке, шиначку дома? Она подчесала затылок. А вы не в курсе? Братыш на задание отправили. Сопровождает какого-то инженера в шахты Идзаки, кажись, папин старый приятель, поэтому папу лично шина попросил. Блин, а я опять узнаю? Все последний нечестно. Кавыки переглянулся с Барута, а после они дружно уставились на север, где за городом лежали шахты и Но Биякуган туда не дотягивался, и острая детективная мысль Кавыки тоже. Значит, шахты. Странно, что в никого не предупредил, но с другой стороны, это объясняло, почему он вне зоны доступа. Шахты недалеко, следовательно, скоро вернется. Остаток дня Кавыки проходил пристыженным, Вспомнил все хорошее, чем был обязан шиначку, и сам на себя разозлился, что хотел подставить друга. Научные статьи не помогали забыться, зато от нервов разболелась голова, и он пораньше отправился на боковую. Отключиться получилось почти сразу, но Квыки с детства привык спать чутко реагировать на малейшие звуки. Антинаучное предчувствие разбудило его за пару мгновений до того, как в соседней комнате зазвонил карафон послышалось недовольное бурчание, шаги в мягких тапочках. Скрипнула дверь, из коридора раздался приглушенный голос, что случилось? Какой срочный вызов, я только вернулась с суток. Кто? Да, поняла, буду, и чуть громче. Обита. Новые шорохи и скрипы, шлепами босых пяток по полу. Шаги отдалились. Теперь Кавыки слышал лишь гул голосов, в котором изредка разбирались отдельные фразы. Операционную уже готовят. Да, я опять крайне. Да, некому. Сакура не допустит. Ты же понимаешь, транспортировать техника летящего бога грома. Огнестрел. Это додуматься надо было. Зато успели. На тот свет они успели. Там теперь так растрясло. Нет. Ты-то чем поможешь? Все, я готова. Позвони мне. Обязательно. Кавыки лежал тихо, боясь лишний раз шевельнуться. Опять как в детстве когда наступали дурные времена. Будто если спрятаться под одеяло, не двигаться, тебя и не достану. Сколько у него было таких бессонных ночей. Когда он лежал в темноте, глядя, как из-под двери крадется луч света, а значит, взрослые не спят, как и сейчас, хотя все нормальные счастливые семьи видят десятый сон при выключенных лампах. И ждал, пока за стеной стихнут чужие голоса, ругань и музыка, и молился, чтобы никому из незваных гостей не пришло в голову зайти к нему в комнату. И когда за дверью наконец выцарялись тьма и тишина, он выпутывался из судорожного клубка, переводил дыхание и благодарил всех богов, которых знал. Он так надеялся, что настрадался достаточно. Лимит ущерпан, горе, как электрон в заполнила всю выделенную орбиту, и новая просто больше не поместится. Но история повторялась. Иногда он считал секунды, и это помогало справиться с нервами. Иногда проваливался в мир своих идей и фантазий, лишь бы подальше от злой реальности. Согласно теории суперсимметрии, у каждой частицы есть партнер, который отличается только значением спина. Не антиматерии, а как бы надматерия. Фотоны соответствуют фатина, бозону Ви, но скалярный электроны и так далее, но в природе мы этих суперпартнеров не нашли, а вдруг из них состоит темная материя и темная энергия. Мы предполагаем, что суперпартнеры есть в теории, но не можем отыскать их на практике. Мы доказали существование темной материи и темной энергии на практике, но не можем подвести под них теорию. А вдруг это, это одно и то же? Кавыке, да ты чертов гений! Как бы это доказать и прославиться на весь мир, и чтобы никто не утащил себе мое открытие и не додумался до него раньше? Так, нужна экспериментальная база. На лестнице раздали шаги, и все мысли разбежались. Остался только глупый образ на Джейсон Сиа, гаденько хихикающего над термином «суперпартнер» и утверждающего, что это он «суперпартнер». Хотя по-научному его двойник назывался бы скалярным на Джейсон Сим или с на Джейсон Сим. А вдруг такие двойники из надматерии существуют у каждого из нас? живут где-то рядом с нами, но в высших измерениях, в недрах темной материи, что клубится вокруг, невидимое и неощутимое. И что случится, если из пары двойников один умрет? Снова в сердце вползла ледяная тревога, разлилась холодом по ступням и ладоням. И снова осталось лишь тупо считать секунды. Он не знал, сколько пролежал неподвижно, гипнотизируя полоску света под дверью, борясь с плохими предчувствиями. Раздался звонок. Слушай, шаги удалились к лестнице, прочь от комнаты Кавыки. Опять ничего не слышно. Потом приблизились. Как прошло? Ясно. Минма уже там? Нет, не надо. Я сам ему скажу. Стало совсем тихо. Кавыки замер. Во внешнем мире что-то стряслось. Закрыл глаза, притворяясь спящим. В дверь постучали, потом тихо скрипнули петли. В их доме не принято запираться. Спишь? уже нет», — промычал Каваки, открывая их глаза ощурясь от резкого света из коридора. «Сын, нам надо поговорить. У меня не очень хорошие новости». Интермедии Соболи Билка бежали всю ночь, пока не занялся рассвет. Небо просветлело прозрачной бирюзой, горы расступились и разбежались к горизонту, и распахнулись широкие тихие дали, пологи холмы и волны густых трав. На востоке с сизыми силуэтами выступали из дымки дома большого города порта стран огня в искорках огней и утренней дреме. Гражданские только просыпались, готовили завтраки, будили детей, спешили на работу или на промыслы. Белка обожала именно такое время, особенно в свои редкие выходные. Тогда она распахивала шторы и жилась на футоне, глядя на светящиеся окна у многоэтажки напротив, зная, что там люди собираются навстречу новым унылым будням. А она вольна провести день так, как захочет, в сладкой патоке лени. Если удавалось поваляться в обнимку с напарником вообще замечательно. Но сегодня над ними давлели обязательства. Как давлела над портом темная громада протянувшейся на километры дамбы, защищавшая побережье от приливов цунами. Огромная луна на небосклоне поблекла, растворяясь в проясняющемся небе, и казалась уже не страшной бумажным макетом, по которому можно учить луны и море кратеры даже без бинокля. Соболь скомандовал привал перед вступлением в город. Белка развела костер за зарослями ковыля, который ишь умел над головой цветущими метелками, пока напарник ходил к роднику за водой. Сняла маску, держа при этом глаза закрытыми, и не открывала до тех пор, пока не выдрузила на нос болтавшиеся на цепочке очки. Вместо стекол чернел непрозрачный пластик с мелкими просверленными отверстиями, формирующими суету шестигранник. Картина мира получалась фасеточной и удивительно четкой. Белка расчесала запутавшиеся в колтыны волнистые волосы, непослушно падающие на лицо. С правой стороны она их убрала, стену небрежный хвост над виском. Похлопала по переноске жука по киту под мышкой, выпуская хищных жуков охотиться на досаждавших комаров и москитов что особо свирепствуют в вечерние и утренние сумерки. У нее симбиоз с особой породой насекомых, которые кроме чакры употребляют плоть, и в голодные времена белка готова была делиться и своей. Вернувшийся Соболь молча поставил кипятиться воду, занялся зарядкой. Как он умудрялся носить короткое белое кимоно и не запачкаться – загадка. Тоже снял маску, так как по легенде, они молодожены, пришедшие на заработки, а молодожены в масках анбу нонсенс плеснул воды на руки и завязал короткие волосы назад. Очки он принципиально не носил, ссылаясь на неудобство, хотя всегда недовольно щурился на солнце. Альбинос вообще очень уязвимы к свету. Отец основатель Туберама всю жизнь кутался в многослойной одежды и меха, соболь, точнее шин, никогда не засучивал рукава и не закатывал штанов. Даже обувь где-то выписывал закрытую и частенько носил перчатки. В книгах альбиносов описывают удивительно красивыми, Аристократически белая кожа, серебристо-снежные волосы, пылающие рубиновым огнем глаза. Чушь. В жизни это ни на грамм не так. Кожа сухая, шелушащаяся, с отливом в мертвецкую синюшность, с частыми красными ожогами от солнца и другими изъянами. Волосы словно седые, ломкие, тонкие, ресницы бровей будто вовсе нет, а глаза красные только при определенном освещении, очащего а Дениста Голубого ты, как Бельма плюс постоянная угроза рака кожи или снижения зрения. И если Табирама, будучи Синджу, а плохо жил благодаря неисчерпаемым резервам здоровья, то Шин в три раза чаще остальных Анбу проходил недосмотры. Два года назад диплом Ренина защитил белка, и уязвимый хрупкий эфемерные, как крыло мотылька, Шин перешел под ее крыло. Так они составили команду в свои 25 лет. Белка, Хотя без маски уже йока, разлила кипяток по жестяным кружкам, достала упаковку лапши быстрого приготовления. В спрессованных брикетах такие занимали меньше места, чем стаканы с раменом. Разломила брикет на две части и с бульканьем и брызгами запустила в кружки. Тонкое обоняние защекотали пряные запахи специи и копченой курочки. Впрочем, от последней в лапше присутствовали одни молекулы, и те попробуй найди но аромат наливающегося жиром бульона разжигал зверский аппетит и мнился самым вкусным на свете, особенно после суточного маршброска. Да, досточьте моя супруга, ваши кулинарные навыки оставляют желать лучшего, Шин протянул ей палочки. Вы будете мужа полуфабрикатами морить? А жучки едят и даже живы. Пха. Зато я могу очень вкусно почистить яблоко, отрезала Йока, грела Доня окружку и зарываясь носом в ворот свитера. Не потому что замерзла, а потому что так уютнее. Любопытные жуки садились на пальцы, подползали к жестяному краю. Йока была бы не против, если бы симбионты подкрепились вместе с ними, потому что это глупые сослуживцы считают, что в девятой формации всего двое из личного состава, Соболь и Белка. На самом деле их 1312. И новая партия личинки, которые вызревали под кожей в теплой мышце, на подходе. Шин морщился, когда находил жуков в своих анигири. Анигири слеплены в шарике или треугольнике рис, часто с начинкой. Но не ругался. И Йока была ему благодарна. Они не виноваты, что все в хозяйку, которой лишь бы что заточить. Ей следовало дать позывной хомяк. Но Акиха сама решила, что раз рыжая, то белка. Она с шумом втянула длинную яичную лапшу, размышляя, нормально ли совмещать в одном блюде яйца и курицу, Ребенка и родители. Хотя Акиха сама не побоялась отдать единственного сына на убой Ванбу. Йоко слезала с губ крупинки перца и тмины и промямлилась набитым ртом. Давно спросить хотела, а чего ты соболь? Тоже из-за масти. Японские соболи светлопалевые с белыми мордочками. Почему не саламандра? Саламандра была призывом шина. Гигантская принадлежащий раньше Ханза, пока тот не напал на Канаху и не был разгромлен, а мастер запечатывания Тинтин заточил его зверюгу в янтарный горшок очищения. Там она и сидела, бесхозная, пока Акиха сама не рискнула привязать ее контрактом к сыну. В этом было что-то символичное. Саламандры по легенде не горят в огне, танцуют в пламени самая эта лючха. Но если ты связала жизнь с разведкой, будь готов не выставлять на показ свои достижения, а наоборот прятать еще предложил ей разместить на одежде, сухо ответил Шин, аккуратно отпивая бульон. А себе возьми маску жука. И биджи с именами не забыть бы нам надеть, а? муженек. Приглушенно рассмеялась Йока. Эх, Шин, скучно ты. И задание скучное. Что мы найдем на месте нападения? Ты свой индадюцу покопаешься в воспоминаниях родственницы, а мой рой что отыщет, когда в этом парке уже кто только не натоптал? млекопитающие люди и служебные собаки ничего не обнаружили. Но насекомые воспринимают мир в других плоскостях, и больше Шин не прибавил ни слова. На единственную обурами в была вся надежда. Главное не забывать кормить, без калорий ее мозговая активность резко падает. Ему задание отнюдь не казалось скучным. Напротив, очень ответственным. Его посвятили в деятельность агентурной сети Учха, раскинутой по всему континенту. Если хочешь спрятать дерево, спрячь его в лесу. Если леса нет, посади. За бедовым кланом Учиха закрепилась репутация, что чуть что не по нраву, его выходцы бегут из Канухи на все четыре стороны. Но обмениваются иногда и стандартными, ничего не значащими письмами о погоде, ценах на жилье, не урожая дайкона. Но только единицы знали что Шаринган мог перекомпоновать буквы из простых фраз и выстроить их в новом порядке, где уже раскрывалась информация о перемещениях Чикро патрулей Танири, о новых законопроектах Лунян, о переговорах по тем или иным вопросам с кумовцами или сёганом стран железа. Элегантная шифровка, по виду и на шифровку не похожая, и ни один компьютер в бытовой переписке не заподозрит подвоха. Человеческий мозг и зрительный нерв, видоизмененный Шаринганом, пока давали фору технике. Надолго ли? За южные регионы отвечал якобы прожигающий жизнь Чирас Кеучха. В столице страны огня после развода с женой крутился при дворе Даймитека Учха. Залежащий в руинах после землетрясения и проснувшихся разом вулканов страной земли приглядывал Шаринган Какаши по просьбе закадычного приятеля Абита Самы. Ходили слухи, что, когда его уговаривали, Обито самовопил, мол, тебе не все ли равно, в какой комнате по клавиатуре стучать и на что из окна смотреть. Известный автор психологических романов и прочей высокой и сложной для восприятия литературы перебрался творить в курортную зону долины водопадов на границе скрытого водопада и земель Ивагакури, уничтоженного Танере за неповиновение. Северные края, в том числе и страна железа и страна горячих источников, входили в сферу ответственности Хазуки Учиха, официально порвавшей связи с кланом после ночи резни и даже взявшей фамилию мужа и ушедшей в его семью. В конухе каждая собака знала, что Хазуки с кланом на ножах, но ни одна собака не подозревала, насколько ошибалась. А кошатники Учиха собак не жаловали. Хазуки неплохо устроилась, заправляя в стране горячих источников полулегальной, как и все там, сети горных домов. Сложнее всего оказалось забросить агента в страну молния, присягнувшую Танере, ставшую его верным псом. Но в итоге столичный спортивный клуб «Искра» приобрел очень перспективного молодого игрока из Канохи Тамаучха. Старшего сына Бита Самы, который, с Тым Хакаги, считался уже не при делах клана, хотя, конечно, человеком среди очиха уважаемым. Порт слыл самой спокойной зоной. Многочисленные острова на востоке после приближения Луны затонули. От страны воды остались лишь легенды о лихих пиратах. Самые высокие пики стран демона, болоты клыка избежали затопления и превратились в россыпи островов, что объединились в одно государство и выживали лишь благодаря верфям, с которых сходил подводный и бронированный флот другому было не место в беспокойном море. В общем, приглядывать на востоке оказалось и ни за кем. Раньше в порту в доме престарелых кратал и век бабушка обита самы, за что самого обита и его семью постоянно винили но почтенная бабушка в начале года покинулась и бреный мир, успев передать дело юной Тока. И вот теперь на Тока напали. Хорошо, если по стечению обстоятельств, но если и дальше один за другим полетят звенья агентурной сети это будет означать крах. И Шин обязан его предотвратить. Ведь когда власть в Танере падет, Чераски сможет путешествовать там, где он сам пожелает, Тека вернется к жене и детям. Какаши ничто не отвлечет от написания очередного шедевра. Хазуки займется расширением бизнеса, Томай станет играть за родную страну огня, а не чужую молнию, и даже только забросит диплом судостроителей и снова наденет протектор Шиноби. А молодая пора Слючха сможет жить спокойно в мире, где нужны ниндзя, без оглядки на ограничения по использованию чакры, без резервации и куполов. И ради этого стоило скользить по лезвию, тянуть из себя жилы и идти против совести. Ибо кто? Если не мы? И когда, если не сейчас? Йока рядом укнула, вытаскивая свалившегося в лапшу жука, и подула на обожженные пальцы. Глава 10 Мимохината. История о нелюбви, события этого вечера проносились мимо мимы как в тумане. Служба, во время которой мысли были о чем угодно, только не о текущих делах. Ужин в кругу семьи, где Ханачин опять конючила, и жена повысила на нее голос ни за что ни про что а после звонок от отца, извещающего, что вшиначик уранен и уже находится в госпитале. И одновременно позвонили Сакури. Собрались быстро, можно сказать, в чем были, в том из дома и вылетели, на дочь и просрочный вызов по работе. И дальше Минма уже не успевал анализировать информацию, словно стал автоматом, вокруг которого что-то происходило, а он реагировал на это по заложенной программе, не пропуская через себя. Взъерошенный уставший отец топтался в приемном отделении в операционный блок. Его не пустили, да никого бы не пустили. Сакура отвела их с Минмой в ординаторскую, а сама ринулась на операцию. Впрочем, ей, как близкой родственнице, позволили лишь наблюдать издалека, через стеклянные раздвижные двери. Минма на том же автопилоте достал с полки кружки для гостей и помнил еще, где они находятся. Ничего то в ординаторской не поменялось с тех пор, как он ухаживал за Сакурой и таскал ей сюда, на второй этаж, цветы. Персонал госпиталя ворчал, «Сакуратян, опять твой нарушает общественный порядок». На что Сакура злилась, он не мой. Но все равно позволяла себе украдкой сладко целовать. Мимо вздохнул, нашел упаковку чая в шкафчике жены и поставил греться электрический чайник. Отец скинул мокрую разгрузку и тяжко сел на стул. «Можешь, душ примешь, переоденешься», — предложил Минма. Почти высох, пока несся херайшином, отец с деловым кивком принял кружку с чаем, ярко пахнущим чабрецом. Мне поскупились на ароматизаторы и красители. Странно, что только руки были в крови, я думал, весь перепачкаюсь, Уже отмыл, добавил он, видя, как побледнел Минма, он бы точно не выдержал вида крови собственного ребенка. Я нашел его около столицы рисовых полей и вычислял в режиме отшельника, а потом парнишка Яманока подтвердил. Сын Тесару тебе осталась в столице, поделывать метрики, обеспечивать нам тылы, так сказать. Мимо кивнул. В голове было пусто, но на удивление четко и ясно. Будто все происходило не с ним, во сне, мимо него. Будто не его ребенок сейчас лежал на операционном столе. Мать Сентея, куриной, обожала иллюзия, но не умела ими повелевать зато наловчилась и в других иллюзиях, которые можно увидеть, пощупать, попробовать на зуб. Подделки документов, копия гравюр знаменитых художников, липовые печати, ей было подвластно все. СНТ унаследовала ее талант, но, так как жила в эру цифровых технологий, ее специализацией стали база данных и электронные архивы. По легенде Шенпи Узуки Малец из Инарису, потерялся на горном пастбище, его дед и бабка отправились его искать. Если лунари станут что-то проверять, должны накопать информацию об этой якобы семье в базах данных. Сента еще не закончила, возится с главным сервером муниципалитета, говорит, да потопная техника, веснит и глючит. А мы втроем отправились за шиначику. Мать первая поскакала, ты же ее знаешь, торопыга. Я бегу вторым по этим нехоженным буеракам. И тут нас накрыл чикро патруль лунян. Они засекли что-то. Не знаю подробностей. Это тут еще светло, а там уже темнело. Только услышал, что мать кричит, вошел в режим отшельника и прочухал, как ваши иначек падают со скалы. Ну и бросился за ним в реку, вытащил, а он раненый. Живот. Горячий весь, и холодный. Не пойму, как так. Ору, как оглашенный, не вслух помысленной связи Яманука, что забирал внука в канаху, срочно Яманук в ответ орет, что запудрит мозги лунарям. Вот и все, что я знаю. Отец уставился в кружку. Обычно моложавый, сейчас он казался постаревшим лет на десять. И оказывается, волосы у него уже все белые, а и не замечал. Когда кто-то всегда у тебя на глазах, трудно углядеть постепенно накапливающиеся признаки старения, а ведь, кажется, совсем недавно отец начал сидеть, переживал жутко, помнится, купил краску и попросил мать его покрасить но что-то пошло не так, и проснулся он на утро зеленым. Тато было смеху в его полицейском участке. Тебе, подозреваю, прибавить нечего. Отец посмотрел так, как умел он один, с участием, но в то же время остро, словно фирменными кунами вскрывая подноготную. Хочешь сказать, я облажался на почве отцовства. А разве нет, раз ты понятия не имеешь, чем живет и дышит твой сын? Можно подумать, я у тебя не сбегал. Ты тогда случайно узнал, что в тебя запечатан лис, всаханул, поддался эмоциям, а Кьюби починил твое сознание. Но шиначку парень рассудительный, переживательный. Еще скажи, что не замечал, как он пытался тебе соответствовать. Это получается, я его давил, да. Мимо сам не понимал, отчего вскипал. Может, раздражал Кьюби, который метался по кругу и гремел цепями, Благодарить надо отца за помощь, но почему-то получалось только злиться. Ну конечно, внуки у вас золото, это дети не получились. Не ферчи, осадил а отец. Сядь, чаю попей. И взгляни со стороны. Знаю, сейчас время подходящее. ты на нервах, но попробуй. Что внуку могло понадобиться в глухих горах? Мимо не знал. Совсем ничего не знал. За окном догорал закат, перечеркнуты черными, будто дымными тучами. В госпиталь воцарялась тишина, посетители ушли, больные разбрелись по палатам после недавнего ужина, осталась лишь ночная смена. Слишком безмолвно. Слишком громко тикают часы на стене. Время не идет, а топчется на месте, и неизвестно, что лучше, чтобы это поскорее завершилось и наступила хоть какая-то ясность, или чтобы мнимое спокойствие так и застыло в безвременье. Прости, бать, Мыслей в голове нет, мимо судорожно вздохнул. Внутренность жало спазмом. «Ладно, потом будем думать», — отец покрутил в ладонях чашку. «Чай, чай! Чего бы покрепче сейчас? У тебя желудок!» «Да знаю я», — махнул он рукой в сердцах. «Чику-чику, что ж ты так набедокурил?» Когда я его недавно держал на руках, передавал врачам, он мне совсем легким показался, будто только родился. И ты таким же маленьким давным-давно был, но проблем от тебя возникало не меньше. Чего-то вспомнилась та ночь, тоже нервы душили. Ты у меня на руках плачешь, а я тебя даже держать боюсь. Укушенный протекает печать, Кэби вырывается, как сейчас вижу его оскаленную морду перед собой, как горящий локомотив какой. И пусть мы были в пещере за городом, от лиса такая взрывная волна во все стороны, что три квартала на окраине в руинах, одним и в эпицентре целый. Биваксон. Которая роды принимала, тоже орет, прибегает четвертый Хакаги с супругой и с полугодовалой дочкой, а ни с кем малую оставить. Кизаши сам по индийцу, у его жены тончайший контроль чакры, она направляет, он запечатывает лиса в тебя, а больше ни в кого, у нас других узумаки нет. Вот так вы, с Акурой познакомились. Все вокруг рыжий от чакры к Юбии, все суетятся. Кричат, что надо провести расщепление потоков на ин и иен потоком поддержать жизнь Кушины. А я посреди этого бедлама, ничего не соображаю: то ли убиваться, то ли радоваться, не знаю, только смотрю во все глаза на Кушину, будто если не разорву зрительный контакт, ее жизнь ни за что не утечет. Она мне шепчет, воспитая его достойным человеком, я в ответ не смей со мной прощаться. И мыслей, как ты говоришь, никаких. Белый шум! Все ж хорошо закончилось, шепнул Минма. Он слышал эту историю третий раз, первые два, когда они сидели у родильного отделения и ждали появления на свет сначала Шиначику, а через два с половиной года Хануми. И Минма знал, какой будет следующая отцовская фраза. И все равно ее ждал и был благодарен, вот и сейчас все будет хорошо. По сравнению с тем бедламом, этот Фью. Хакагисума. Раздался в голове голос главы Манука и руководителей системы слежения чакры. Кахан? Напрягся Минма. Живот опять заболел. Со мной связался Кахаку. Разрешите соединить? Разрешаю. Минма сделал отцу жест сохранять тишину. Тот кивнул. Тоже напрягся. Господин седьмой Чунин Кахаку докладывает. Джанин Кушина сын отбилась от чикро Луни они живы. Я подкорректировал им память. Чунин сын в городе отрабатывает сервером. Просила дать ей полчаса. «Какие будут дальнейшие указания?» «Дождитесь окончания работы с и выдвигайтесь в Канаху. И скажи Кушинисон, что Минатосон и объект благополучно прибыли и находятся в госпитале». «Принято». «Кахаку, вы молодцы». «Спасибо». «Это честь для меня, господин Седьмой». Минма перевел взгляд на отца, позволил себе криво улыбнуться, одной проблемой меньше. «Кахаку отличный менталист». Организовал вашим обидчикам амнезию. Точнее, ложные воспоминания. С мамой все хорошо. Через полчаса отбывают в Канаху. Я бы скорее не за переживал, а за здоровье Лунарии, тихо рассмеялся отец. Ты же знаешь ее в гневе. Да уж, хмыкнул Минма, а в качестве наказания целая кастрюля переперченного миса и половником промеж глаз. Веселитесь. Раздался усталый голос. Кьюби затоптался на месте. Мимо развернулся на стуле и встретился взглядом с женой. Сакура застыла на пороге, держась за косяк. «Ну что? Как? Жив, жив лисенок, его чакра здесь, с нами!» Пробасил Кьюби. Операция завершена, Сакура провела рукой по лицу. Пулю завлекли, она рассекла воротную вену и двенадцатиперстную кишку. «Впрочем, что тебе, все равно не знаешь, где это находится?» «Я знаю», — произнес отец. «У меня там язва» папа Минато, сколько раз повторять, нет у вас язвы, у вас гастрит желудка. Но отец отличный психолог, его незатейливая фраза помогла Сакуре сбросить напряжение. Она расслабилась, отпустила скрипящим под пальцами дверной косяк и продолжила уже ровным тоном. Органы срастили, сосуды тоже. Не без осложнений, но, пока он стабилен. У него, уши ноча острый бронхит, назначили курс антибиотиков, и швы на спину наложили, кожа расползлась при ударе о воду. Он ведь упал с большой высоты, да? Да, ответил отец. И река его спасла, а то бы подстрелили с концами. Почему в него вообще стреляли? Как это получилось? Сакура провела руками по плечам, будто пытаясь согреться. Аминма был бы рад почувствовать, что волнение ослабляет хватку на горле, но этого и в помине не было. С возрастом он разучился молниеносно выходить из стрессов оказал сопротивление при задержании. Отец поднялся с Акури навстречу. «Посидишь? Отдохнешь?» «Нет», — мотнула она головой. «Нет, не надо». «Спасибо, папа Мината». «Да мне за что? Я пойду к лисенку?» Мимо даже не понял, он это первый сказал или одновременно с лисом подумал. «Не стоит, он проспит до утра, мы решили, что так будет лучше с его кровопотерей и на фоне бронхита. Да и не пустят тебя в реанимацию». «Как в реанимацию? Ты ж сказала, что состояние стабильное. Минма, пациентов после полосных операций отправляют в реанимацию. Очнется, назначим обследование, переведем в палату. Но ты меня пропустишь. Хоть глазком?» «Нет и... нет». Разозлилась она. «Не распоряжайся в моем отделении. Я с ним побуду. Иди домой, успокой ханучин, собери вещи шиначку, а... Нет, все сделаешь неправильно». Лучше я сама завтра. Никуда я не уйду. Буду здесь ждать новостей. Если надо, и завтра останусь. Поработай удаленно, Шикамару закинет мне ноутбук. Если ты оставишь своего блатного советника вместо себя хоть на день, задумался отец, к вечеру Канохи уже не будет. Попрошу за ним присмотреть Шиха: как главу аналитиков и его жену. Разберемся, это не главное. Бать, заскочи домой, возьми к вам на ночь ханучин. А... Папа Минат устал. Тихо. Тихо. Примяющий вскинул руки отец. Дочка, ты тоже успокойся. Я присмотрю за ханами. Что вы ей в врали-то? Сакура потупилась, искоса глядя на Минму. Тот пожал плечами, что Шиначан отправился вчера сопровождать инженера Танаку в шахты Идзаки. Инженер Танука, если что мой давний приятель лично попросил. И, если что, мы задним числом выписали пропуск на и Тануку, и задним числом завели в Конахском отделении Лунян. У нас там есть прикормленные люди. А где сейчас танука? Третий день в ЗП, фестивале по всем питейным заведениям листа. Ясно, кивнул отец. Тогда шиначка упал в штольню, танука позвонил тебе, ты мне, и я его херайшиным доставил в госпиталь. Про ранение же информации не разглашается. Сакура кисло улыбнулась, всем видом показывая, как ей противны эти игры. В протоколе операции записано, что в целях выявления повреждений при падении с высоты провели диагностическую лапароскопию. Лапароскопия операции, при которой делается небольшой разрез, через который вводится зон для обследования или проводятся иные манипуляции. Точка. Лисьи семейства. — хмыкнул на это отец а Минму подумал, что Минато в таком случае старый лис. «Матери сообщи, что все в порядке, а то она там нашей молодежи с Энтой и кахаку, мозги вынесет». Сакура накинула халат и умчалась дежурить у койки сына. Отец забрал у Минма ключи и тоже ушел. Но после вестей, что в Шиначку жив, явно стал повеселее. Минма связался еще раз с ребятами Яманука и, и сообщил информацию матери. Спускалась ночь. А вместе с ней по крыше забарабанил дождь. Сезон дождей вступал в свои права. Мимо выбрался в коридор, освещенный тусклыми лампами, прошелся взад и вперед, слушая невнятное бормотание телевизоров из палаты, читая таблички на кабинетах. Сестра на посту спросила, дать ли ему снотворное, Мимо отказался. А потом вдруг зарычал к ее бии, и одновременно со стороны лестницы донеслось громкое цоканье каблуков. Мимо направился к широкому пролету, чтобы столкнуться нос к носу с Хинато Асусуки. Только ее здесь не хватало. Что-то вынюхала. «Здравствуй», — тихо сказал он. «Не поздновато ли?» На луне другой ритм жизни изогнула красные губы в хищной усмешки Хинато. «Для нас день начинается после полудня, а заканчивается в 3-4 часа ночи. Луна никогда не спит. Никак не перестроясь под здешний режим», — добавила беспечно. Но в наших госпиталях время посещения уже прошло, Минма покосился на уходящей вниз ступени. Прикидывал диспозицию на случай отступления. «Ты всерьез считаешь, что для меня это проблема?» Сощурилась Хинута, кокетливо прижимаясь щекой к воротнику из Чернобурки. А Минма с тоской решил, что в госпитале бардак и только в отделении Сакуры образцовый порядок, в реанимационный блок даже Хакаги не пускают, закон для всех един. А главврачцу Надя слишком мягкотелая, и всегда такой была. Вот и пропустили Хинату на основании того, что она жена самого Тамире. И кого ж ты хочешь навестить? У больных уже отбой. Твоего сына, она проникновенно заглянула в лицо и заворковала. Бедняжка. Как он? Разве ей понять? Отдыхают после операции? Наслышана, наслышана, это было не сочувствие, это была такая неприоткрытая фальш, что впору считать за издевку. Мне сообщили, что твой отец по срочному пропуску покинул деревню и вернулся с внуком на руках. Мальчик истекал кровью. Упал в штольню, чудом не разбился. Мальчишки такие, им лишь бы куда залезть и сорваться. Странно, правда, что сорвался Шиноби. Или в Академии нынче учит еще хуже, чем в наши времена? Минму достал этот фарс, Хинота. Что, «Тебе надо?» «Могу организовать ему лечение на Луне», — не говорила, а пила она. «У нас лучшая медицина — лазерные и неинвазивные технологии. Мы прекрасно умеем возвращать, казалось бы, утраченное здоровье. А еще лучше вы умеете его отбирать». Огрызнулся про себя Минма. «Я выпишу ему карту на жительство, не проблема», — продолжала Хината. «Тем более в Конахском отделении различные пропуски выдаются с завидной регулярностью». Например, разрешение на пересечение периметра. Сперва седьмая команда с братишкой Наджи, потом твой сын и некий гражданский танкисан, после твой отец. Ну хорошо, положим, его вызвали за травмированным внуком. Сегодня утром еще два шиноби отправились в порт, а накануне некая дама и Маучиха. Что это за беготня? Мы военные деревни. Живем за счет миссий. Некоторые из них требуют перемещений по стране. Ты хочешь отобрать у шиноби их хлеб? Мин горячился, подступая все ближе, словно сходясь в поединке, и бессильно сжимал кулаки. Тем более не понимаю сути претензий, у нас есть лимит квот, и мы его еще не выбрали. И чем я буду бюджет наполнять? У нас в недрах нет всей периодической таблицы, какая есть у стран железа. Или туризмы этого, медиаконтента, повторил он подсказку к ЮБИИ, как в молнии. Не Юлия, Лиз, она с вызовом выдыхала слово прямо в лицо, Отступать даже на шаг стало бы равносильно бегству. Прибедняешься. Сказки мне поешь. Столько пропусков, сколько за последние дни, ты не запрашивал раньше и за два месяца. Что произошло? Выброс какой чакру зафиксировал большой тенсиган на Луне. Почему у выброса была сигнатура Асуцуке? Какие следы ты заметаешь хвостом? Что за грязная инсинуация? Мимо смотрел на нее сверху вниз от чего то именно этот ракурс казался правильным, привычным. Но Хинати категорически не шел ледяной презрительный взгляд. Странно, поймал себя на мысли Минма, будто у нее когда-то был другой. «Я пацан простой», — ответил он, игнорируя, что Кьюби пытается ему что-то сообщить и нервно топчет лапами. «На улице рос, слов таких не знаю. Но вот что тебе скажу. Вся эта кутерьма совпала аккурат с твоим приездом в Канаху». И если я узнаю, что ты тут воду мутишь, если вскроется, что из-за тебя с шиначку случилось то, что случилось, и если оно отразится на его здоровье ли, если по твоей указке это падение подстроили, если с ним, с моей семьей, с конохой хоть что-то стрясется, голос предательски сорвался с привычной хрипотцы на высокие тона, я тебя призову к ответу. Я спрошу по полной программе. А я слово держу, ты знаешь. Если надо будет, везде тебя достану, на Луну за тобой пойду. Идти за мной на Луну надо было, когда нам было лет по двадцать, Отбила Хината. От нее пахло дождем и ментолом дамских сигарет. А сей чисто что бросаться громкими словами? Ты серьезно думаешь, что ты мне все еще нужен? Я вам не помешала? Мимо повернулся на голос. На нижнем пролете стояла хмурая Сакура. А я предупреждал. Взвыл лис. Я за пледом, Повела плечом жена, воркуйте дальше, гордо прошла мимо, обдав такой замораживающей аурой, что какой бы искусал локти от зависти. Завтра продолжу проверку офиса Луны в Канохе, мило известил Хината. Столько интересного уже вскрыла, а сколько открытий ждет впереди. И гордо удалилась, стуча каблуками под шелест дождя по крыше. Ну йо, дать тебе я. Домашний алтарь в главном поместье Хьюга занимал площадь востолько же татами, Татами-маты, которыми застилают полы в домах, площадью 95 на 191 сантиметр. Площадь комнаты принято считать количеством умещающихся татами. Сколько и целая комната. хинута безразлично скользнула взглядом по строгим похожим лицам людей, которых и не помнила, потом поставила зажженную палочку благовонии у фотографии матери. Сомкнула ладоши и замерла с опущенной головой. Сырость еще ощущалась в складках одежды и распушившихся волосах. Свежесть дождя проникала даже сквозь раздвижные стены. Где-то в прихожей остался мокрый зонт, небрежно брошенный на руки подскочившего ко, как и грязные босоножки на шпильках. Сквозь внутренние сёдзи. Сёдзи мобильные перегородки в домах. Доносились спокойные голоса из соседнего зала и дразнящий запах чая лун. Главная ветвь собралась отметить день рождения Хакута Хьюга. Племянника, которому Хинута не чувствовала ничего, Кроме раздражающих воспоминаний, когда в прошлый визит он стащил у нее каравон, чтобы поиграть. Десять лет это последний день рождения, который принято отмечать, и хотя в остальной Канухе прижилась заграничная традиция шумного празднества гостей и подарков имениннику, и не только до десятилетия, но и во все последующие даты в клане их юга по старинке дарили гостинцы лишь родителям. Собирались узким кругом, выпивали немного саки с закусками. Единственное, что полагалось самому Хакута праздничный торт, заказанный в лучшей кондитерской, которым он, конечно, поделится со всеми. За спиной раздались шаги. Пришла сестра, тихо селась рядом, зажигая свою палочку благовоний. Сладковатый запах перебил дождевую свежесть. «Ты помнишь матушку, старшая сестра?» Прошелестил у Ханаби, Забранные волосы, скрепленные черепаховым гребнем кандзаси, сырые кимоно с узорами традиционные для июня гвоздики, жесткие пояс ничто в ней не напоминало ни поседу с куколками брелоками на кунаях. «Помню», — призналась Хината. Матушка не пережила ее похищение облачниками. И дядя Хизаши не пережил. Настолько была важна жизнь Хинаты, и она гордилась когда-то своей ценностью, и стремилась стать главой клана, Достойной, сильной, чтобы их жертва не оказалась напрасной. Но судьба сложилась иначе. А я нет, вздохнула Ханаби. Когда-то она была такая подвижная, яркая, а теперь эту жизненную силу заточили в слое плотного кимоно, как в кокон, столь лишь разницы, что из коконов рождаются бабочки, а тут бабочки-огневки оборвали крылья и закутали в обязательства и долг. И мать не помнит, хоть в чем-то мы с мужем сошлись, горько усмехнулась. Наши матери были двоюродными сестрами, очень похожими. Твоя Барута пошла в их породу. Я иногда вижу в Баруте тебя, старшая сестра. Твоя дочь, наверное, будет такой же круглолицей, с сине-черными волосами. Или сын. Я очень их жду. Только не надо читать мне нотации, что я должна принести в этот мир еще одну бесполезную жизнь. Я не люблю детей. Танери тоже не любит. И в этом мы с мужем сошлись. Мы на разных этапах женской доли, мне не понять тебя, а тебе меня. Хината совершенно неотично фыркнула. Она не считала, что Чегата лишилась и была неполноценной только потому, что не стала матерью. У всех разные цели в жизни. И Хината видела свою реализацию в другой плоскости. Дети бы даже мешали, став ее слабостью. Ты об этом желала поговорить, и Мато. Имато, обращение к младшей сестре. Вопросительный знак. Хинати бы сейчас отвернуться и уйти, но нельзя покидать алтарь, пока не догорят зажженные в память усопших благовонии. Нет, конечно же. Матушка нас любила? Очень. Хоть кто-то здесь кого-то любил. Любовь. Что значит это слово? Его так часто произносили в сериалах, что вшли за час до вечерних новостей. Хинута не пропускал ни одну серию, хотя вернее будет сказать, что эта няня Нацу смотрела телевизор с воспитанницами. Грустная история о несчастных сиротках, служанках или потерянных в детстве Хеми, которые проходили множество трудностей и испытаний, но спустя сто с лишним серий обретали любовь, денежный достаток пышно выходили замуж. Нацу переживала, строила предположения и порой плакала со словами «Какая любовь, какая любовь!» Ханаби неизменно засыпала, прикусив ухо плюшевой обезьянки. А Хината впитывала, какими должны быть истинные чувства между мужчиной и женщиной. Делиться выводами в стенах кварталах юга было ни с кем. Ханаби слишком мало, с ней не поиграешь. К Хинате приставили двух девочек ее возраста из побочной ветви, моими дочь садовника и дочь кухарки, и она вечно путала, кто из них кто. Они шушукались между собой и юную госпожу не очень привечали а она к ним тянулась. И, четко усвоив правду жизни, показанную на черно-белом выпуклом экране, предложила им как-то сыграть в сериал. Себе Хината отвела роль служанки, потому что таких все любят. и с радостью согласились сыграть наследных Хими. Поначалу Хинате все происходящее казалось интересным, она носилась по поместью, приносила госпожам шали, делала прически и закалывала своими дорогими шпильками, которые сразу же переходили в чужое пользование, чистила сандалии. Но краем глаза подмечала, как подружки смотрели свысока, шептались, смеялись. Как изменились их голоса, вместо тихих становясь громкими, с подвизгивающими нотками. Как грубо, почти с ударом опускались монетки в ее ладонь, чтобы она сбегала за угол и купила им мороженого. А когда Хината подметала ступеньки ингавы, ее толкнули плечом и презрительно бросили, не мешайся под ногами, служанка. Игра стала надоедать. Царапаться. Эй, персиков мне принеси! Она обижала всю персиковую рощу. Но для персиков был не сезон. Поживее! Где ты там застряла? Простите! Она чинно поклонилась, как заправская служанка. Персики еще не созрели. Майны, лежащие на качелях и обмахивающиеся верами, переглянулись и засмеялись. Персикового джема. Дурюха. Тупая служанка. Будешь себя плохо вести, утащат тебя луны их юга и съедят. Она топнула ногой и убежала в дом. Вышла из игры в одностороннем порядке. Уяснив раз и навсегда, что никогда и ни за что не станет служанкой. Мало что она тогда знала о гордости или унижениях, но то, что внутри очень и очень неприятные глаза щиплет от слез, это она понимала. С Майей Мюхина больше не разговаривала. Няня заявила, что не будет с ними играть и пусть отец к ней больше никого не подсылает. Она не служанка, чтобы ему подчиняться. В обязанности нацу вменялось докладывать о каждом шаге воспитанниц. Неудивительно, что эти слова были переданы Хиаши. Для проверки верности Химату отправили в академию, для нее это стало не наказанием, не проверкой, а глотком свежего воздуха. За воротами кварталах юга шла другая жизнь, а она знала о ней лишь по редким выходам в свет с няней на рынок или когда сама лично сбежала со скучных похорон, заблудилась в незнакомой большой конохе и замерзла бы насмерть под сыплющим с неба снегом, если бы ее не встретил и не проводил домой светловолосый мальчик с забавными очками на лбу. Он улыбался так широко, как не умел никто в клане, и казался воплощением света под тусклыми лучами уличных фонарей. Ориентировался в деревню на раз-два, шутил, не смотрел на Хинуту с высока или наоборот, заискивающе. Словно она была равной. Снег в канухе идет редко, и такие мальчики встречаются тоже редко, разве что в сериалах. Это было что-то совсем не похожее на чопорных юга, а потому запоминающееся. Хотелось бы чтобы ты черпала знания о жизни из других источников а не из телевизора ворчал отец но кто его слушал хинута сидела перед ххиоши на коленях но его непонятные сложные слова проносились мимо нее главное было молчать и кивать в академии хинута в первый же день наметила роли для одноклассников конечно главной героиней кроткая наивной вызывающая жалость в общем дурочкой набитой стала бы она неважно какая она внутри, снаружи должна произвести именно такое впечатление. Роль главной злодейки, которую в финале обычно получали по заслугам, отводилась Сакури Харуна. Дочь Хакаги, пусть и погибшего, значит, аристократка и богачка, как и положено злодейке, и пусть та выглядела нищебродкой, зато характерец бесящий. Добрый, влюбленный в главную героиню друг детства, которого всем жалко, но которому ничего не светит, кроме вечных вторых ролей Киба и Нузука. Кланы часто пересекались, потому что выполняли похожие поисковые задания, и Хина Кибу немного знала, мальчик, трусящий собак, в футболках с котиками. Он в академии таскал тетрадки с кошками на обложках. Главным негодяем, коварным мерзавцем, которых в финале убивают и отправляют в тюрьму, назначался Чараски Учиха, просто потому что Хьюга издревле конфликтовали с Учиха остальные не заслуживали внимания. Инна Яманука могла бы стать верной подругой, но не потянула, да и вообще вела себя не по сценарию, прячась за спинами Шикамару Чаджи. Главный герой, воин, защитник, порядочный аристократ, который должен пройти лишение беды, чтобы в итоге получить вознаграждение в виде благосклонности главной героини Нимин Музумуки. Исключительно потому, что она его узнала, он был тем светлым мальчиком из темной заснеженной ночи похорон. Ну и соперничал с главным злодеем, что тоже в тему. Смущало только то, что для построения настоящей любви не наблюдалось препятствий. А без препятствий не то. Поэтому их следовало создать. Хината демонстративно не замечала Минму, порой дерзила, порой разносила про него дрянные сплетни, впрочем, тот и сам давал повод своими выходками. Главный герой должен быть благородным аминмы совсем неблагородно измывался над учителями, сбегал с уроков, дрался с и воровал на рынках с прилавков товары, на что продавцы орали ему вслед, проклятый лис. «Где твои родители, Шкодла?» Она начала сама задевать его едкими словами. Минме, как говаривала Нацу, все было как с гуся вода летел по жизни легко, словно перышко, не замечая неприятностей. Хинута подговорила трех ребят из побочной ветви, чтобы они ее пообзывали, потолкали и укачили, где любил играть Мимо. Мимо вступился, лишился шарфа, заработал фонарь под глазом, а Хинута заработала его возмущенное пыхтение. Че стояла столбом? Могла бы им я ж видал твою тайдюцу, ты лютая баба. Все не по сценарию. На экзамене на Чунина она тупо подставлялась на Джи, который светился от гордости, а она, терпя боль, тешила себя фантазиями как после скрутит его в судорогах, воздействуя на проклятую печать подчинений. Двенадцати годам ее посвятили в тонкости дрессировки побочной ветви. «А ну врежь ему, Хината!» — подбадривал с Минма. «Давай, за наш класс!» Ее сердце таяло. Не сказать, что ей было особенно худо после боя с неудачником Кузином, но когда ее грузили на носилки, она очень старалась расправить плечи, чтобы наметившаяся грудь предстала в самом выигрышном ракурсе чтобы Минму оценил, парни же так примитивно устроены. А отданная ему чуть ранее баночка с раны заживляющей мазью должна была стать прозрачным намеком на чувство трепетной химии. Но писем с признаниями в любви Хинута не дождалась. Хотя и краулила Минму повсюду, завидев его издали Бьякоганом, принималась дубасить первое подворачивающее дерево, потому что заметила, как он глаз не сводит, когда у Макевры, Маки воры тренажер для отработки ударов, бревны или доска, обитой соломой. Тренируется Сакура. Может, ему нравится, когда потные девчонки проводят болевые приемы, выгибаются, поворачиваются так, что распахивается одежда. Но мимо дежурно здоровался и проходил мимо. Пора было запускать в ход тяжелые вооружения. Деву с Биякуганом попадает в беду, и ее героически спасает главный герой, как Хината поняла из байк, что травили старики в клане, родители Узумаки сошлись именно так, ему такое должно быть близко. Но это не украсть у тетрадку с домашним заданием, поставляя его перед учителем и рукой, и не подбросить свиток с запрещенной техникой. Тут сил одной Хинаты не хватило бы. По счастью, к ней в качестве личного охранника приставили Кахьюга из побочной ветви, всего лет на пять старше, но уже задирающего нос. Ко показал себя отличным телохранителем, молчаливым, покладистым, исполнительным, правильным, скучным. Хината присматривалась, когда его только назначили, можно ли из их вынужденной связи раскрутить историю любви, как в кино между певицей и ее верным охранником, которому запрещены чувства. Но быстро поняла, как это получилось бы муторное по. Шло в исполнении Ко. Побочные ветви — это пыль, грязь, нельзя с ними путаться но Ко был очень способным шиноби. И с другими сверстниками, не с весьма коммуникабельным. У него обнаружилось много полезных связей и одна пагубная страсть, которую он отчасти заразил Наджи, когда его тренировал, хотя у дурнику Зенда это вылилось в иную форму. Наджи с активированным биякуганом слонялся возле бани женской консультации. У Ко в потайном ящике, хотя что может быть потайного в квартале Хьюга, лежала коллекция фотокарточек девочек, причесанных и одетых как куклы, в многослойное кимоно, со спущенными плечками и ярким макияжем. Или девочек в жилетах но с сетчатыми костюмчиками под ними, связанных по рукам и ногам. С кляпами во рту и мольбой в глазах. Или в униформе горничных, с короткими пышными юбками, чулками с подвязками, с пушистыми ушком. Фе, какая ми мерзость. Это не порнография. Это даже на эротику не тянуло, но ввиду возраста моделей смотрелось отвратно. Нет, он на них не мастурбировал, хина проверяла. И с малолетками не якшался. Просто почему-то ему нравилось пялиться на такой изврат. Конечно, можно заставить-ка выполнять ее требования, всего лишь надавив на проклятую печать. Но хина уже в 12 лет просыкла, что одним насилием преданности не добьешься. Гораздо эффективнее сочетать кнут, пряник и угрозу разоблачения. Вернувшись однажды с задания Кахимата поманила за угол и помахала перед носом фотокарточкой, где была запечатлена особо в нежном возрасте, в ночном костюмчике самой Хинуты, с сиреневыми оборками и ирисами. Коротенькие пышные панталоны и маячка с глубоким вырезом, столь тонкая и прозрачная, что сквозь газовую ткань и роспись цветочков четко разовели выпуклые соски на округляющейся растущей груди стояла девочка в узнаваемой купальне главного дома, смущенно косолапила. Лицо смазывалось из-за пара, но и сине-черные волосы, что она поднимала согнутыми в локтях руками, были пострижены точь-в-точь, -точь, как у Хинаты. Любительская нечеткая съемка, но ка против такой же мчьюжины коллекции не мог устоять. И перепугался, что его увлечения узнают. И невдомек ему было, что Хинута действует через ту же печать полезная техника постригла и заставила фотографироваться то ли Маю, то ли Ми, какая им разница. И кто после этого служанка, кто госпожа? Ка вышел на каких-то третье сортных шиноби из кума, явившихся в Канаху на последний этап экзамена на Чунина. Хина -то охала в присутствии Минмы, что она чего-то боится, ее мучают странные сны, ей подкидывают записки с угрозами. И после поединка Минмы, когда он победил пришлось очень травматично намекнуть на Джи, чтобы тот проиграл, Хинуту похитили третьи сортные облачники. Все опять пошло не по плану. Нет-нет, клан не закатил праздник и не стал спрашивать, сколько доплатить похитителям, чтобы они не возвращали Хинуту. Ее ринулся спасать этот придурок, раб, Меджи. И Тентина Киба, хотя их вообще никто не звал. Ожидаем от Дубайса или облачников, на что спасенная из беды дева прорала в лицо Наджи. Ты, пес, какого ты здесь? Где Минма, Тля, отмечает окончание экзамена, пискнул Мэджи, хватаясь за лоб ощущая зуд под печатью. Чераски получил жилет Чунина, вот все и ломанулись в идиоты. Выдохнула задыхающаяся от злости Хината. Ее отсутствие никто и не заметил. Дети не заметили. Зато заметили взрослые. Через пару дней ее, Хиашико, получившего заветную фотокарточку, вызвали капитану полиции Минато Намикадзе, господин Хиаши, мне необходимо согласие и ваше содействие, елейным голосом изрек отец Минмы. Наш специалист, кивок в сторону полицейского, застывшего у окна, снимет слепок чакры с вашей дочери и двоюродного внучатого племянника и сверит со слепками чакры с денег, переданных похитителям из Кумы Гакурину Сата. Минато Намикадзе выложил на блюдечке весь ее незатейливый план. Отец дал согласие на содействие. Все подтвердилось. Далее последовали торги, на что согласных юга, чтобы займать дело. Хината и Ко, позабытые, топтались в углу кабинета, и в этот миг действительно хотелось, чтобы прямо сейчас ее забрали их Хьюга из сказок. Или не совсем сказок, в семейных хрониках хранились записи, что на Луне действительно проживали потомки Хамуры, сохранившие древнюю фамилию Асуцуки. Наконец отец ушел подписывать какие-то документы, уведя за собой бледного Ко, Капитан Намикадзе, в планах свекор, тяжко вздохнул, обращаясь к Хинате, что же ты творишь? Неужели думала, что мы купимся на то, что в Шиноби облака проворачивают похищение Биякугана после подписанного перемирия, еще так нагло на глазах у всех? Белыми нитками ваше дело шито. Зачем эта инсценировка? Памятуя о твоем происхождении, мы ограничимся предупреждением. Но в следующий раз спасать тебя явится Анбу. Надеюсь, ты поминаешь, что это значит. Да, капитан Намикадзе, тихо проблеяла невинная Хими. Мне даже не тебя жалко, а родителей. Им теперь за тебя краснеть. На твоего отца смотреть было больно. Хима-то молчала. Мать умерла, отца она почти не знала, видел лишь по официальным поводам. Тебе внимания родителей не хватает? Что ж, радуйся, жди теперь самого пристального. Не иди по этой скользкой дорожке, девочка, до да добра она не доведет. Потом поймешь, что все делается для твоего же блага. Не рушь себе судьбу. Ломай жизнь другим, мы в первую очередь ломаем самих себя. Хината слушала нотации, сдерживая раздражение. И удалилась с достоинством, чтобы в дверях столкнуться с Минмой, который стоял с коробкой бента в руках. Принес отцу обед. Подслушивал. Криво ухмыльнулась Хината хоть где-то сценарий сериалов сработал, правда, не в ее пользу. Нет, я, Хинута, ну ты чё ж так, у меня тоже терки с родаками, учит меня условия ставит всю дорогу, что жуть. Но я покушение на себя не подстраиваю, они ж плакать будут, а ты бы по мне плакал. Мимо молчал. Смотрел на нее со смутно знакомым выражением. И Хинута вдруг поняла, где видела эти поджатые губы и нахмуренные брови. Уши на привиде насекомых которые были ему омерзительны. И этот блеск в глазах, этот излом верхних век уголком, таким становился Кеба при взгляде на собак, которых он жалел за глупую доверчивость и преданность, за отсутствие чувства собственного достоинства, что он есть в кошках. Она была омерзительна Минуме. И одновременно Минме ее жалел. Я теперь не знаю, поверили, что плакать, вбил последний гвоздь в гроб Минума и Хината стремгла вкинулась вон из отделения полиции. Даже топотка позади ее бесил. Дома ее ждало особо изощренное и крайне унизительное наказание от главы клана. С последующим лишением титула наследница. Теперь ее некуда было идти, кроме как продолжать тянуть лямку Шиноби. А ведь раньше, как наследница, она могла оставить службу в любой миг. Жизнь бежала своим чередом, и вот ей уже стукнуло 14. Хината пыталась наладить отношения с Мимой, Странное дело, после того, как она его потеряла, он ей позарез понадобился. Отныне она в открытую утвердила, как его любит. Стала для него поддержкой и опорой, самой услужливостью. Запинаясь и старательно пытаясь покраснеть, лепетала перед Куриной Сенси, как хотела бы ходить на миссии с Минмой, и его правду однажды поставили с восьмой командой искать редкий вид жуков. В первую ночь Хинута не спала, ожидая, пока оставшийся на дежурство Минма не пойдет к водопаду отлить. И в припрыжку поскакала быстрее него, разделась в чем мать родилась и ганула под леденющие, чтоб их, потоки воды. И якобы тренировал Тадюцу, пока у нее зуб на зуб не попадал. Но Минма к водопаду так и не явился. Зато притащился Киба и гаркнул, ты бы хоть прикрылась что ли. Некрасиво, вся сморщилась, в гусиной коже, Чё тебе вообще приспичило тренироваться? Дома, что ли, было нельзя? На утро Киба рассказывал всем, что неловко повернулся во сне и прибольно расквасил мордочку о противную каменюку, мю, Но ее стороне по налаживанию отношений с ровесниками не прошли даром. Ее даже стали принимать в общую компанию, но все равно она чувствовала отчуждение. Мимо периодически исчезал из ее жизни, сначала уходил на обучение к странствующему монаху Джирая, точнее, Родители упекли, чтобы привить хоть немного организованности, потом Лис подчинил себе разум Минмы, напал на Канаху, разгромив резиденцию, чудом обошлось без жертв. Минма последовает показания, что с ним вышел на связь некий человек в маске, который с непонятной целью убивал Шиноби с редким геномом, и даже и пал от его руки, но свою вину Зумаки не отрицал. Человека в маске так и не нашли. Хотя все друзья Мину вспомнили, как тот на пару Сакуры твердила твердил о каком-то Мадаре. А Хинута, покопавшись в архивах, выяснила, что так звали брата отца основателя Телезуны, но разве это не простое совпадение? Она предвкушала, что теперь от Минмы все отвернутся, и только одна она останется. Его ждали исправительные работы и изнурительные тренировки по усмирению Лиса, но возле него крутилась не Хинута, а седьмая команда плоскодонка Сакуры Чараски. А затем Минма в одночасье стал героем Канухи, когда, обернувшись в покров теперь полностью подконтрольного Лиса, защитил деревню от Шиноби-дождя. И лично убил их предводителя Ханза. Хинати не досталось ни капельки славы. Когда грянула Четвертая мировая война Шиноби, а после возродилась Кагуя, героев-спасителей седьмую команду чествовали всем миром. Так же, как благодарили танири, явившегося во главе Лунной армии, вооруженной невиданной доселе артиллерией которая разгромила всех оставшихся белых зицу. Луна их юга, вернее, а Суцуки оказались не такой уж сказкой. Ахинута, ничем не отличившаяся на войне, опять пребывала в тени. А была блазком светом и восхищением поклонниц, которых он не замечал, так как смотрел на одну Сакуру. Да он всегда на нее смотрел, но Хинута четко осознала это только после войны. Чего этой дуре не хватало? К ее услугам был Чераски, перетрахавши половину конохи, но Хината видела, что все это попытки забыться. Читала Учиха как открытую книгу, потому что сама находилась в том же положении. Чираски сох по Сакури. И бросил бы всех своих телок ради нее. От Сакура тупила, не выбирала, и у Хинуты теплилась надежда, что еще есть шанс. Она ярко красилась. Одевалась так, чтобы выставить все прелести фигуры, а ей было, чем блеснуть. Дарила дорогие презенты на дни рождения Пока однажды в банке не стала свидетельницей Как родители Мимо берут кредит на покупку дома для сына Не комнаты в общежитии Шиноби, не квартиры, а большого дома Для будущей большой семьи И тогда она окончательно удостоверилась Что все Минму с Сакурой на самом деле на мази И она в глубоком пролете И никому-то она не нужна А после в квартал Юга прибыл Танери из сказок Тоже так ты -то герой войны напомнил Хиаше о давней традиции династических браков и затребовал в жены не старшую дочь наследницу, а младшую Ханаби, только-только достигшую детородного возраста. Ханаби пребывала в шоке. Отец не знал, что делать, только умариновал упавших с луны гостей уже вторую неделю в усадьбе и откладывал оглашение своего решения. Ахинута то думала. Луна показала, какой мощью обладает. Тут не надо быть гением клана Нара, чтобы сообразить, что не за горами день, когда они поставят на колени всю землю. Просто потому что могут. И где тогда предпочтет очутиться сама Хината? Строю проигрывающих объединенных войск Шиноби. Или в кресле императрицы. Танере было абсолютно все равно, какую из дочерей Хиаши брать, во всех смыслах этого слова. Брак сулил ему некие иные выгоды, которые Хината пока не распознала. Ханаби была еще подростком но формами обещала обзавестись ним не пышными, чем старшая сестра, а еще могла похвастать стройными длинными ногами. Уже сейчас становилось понятно, что она станет высокой, в отца, в отличие от низенькой хинуты. Но Ханаби росла бесхитростным сорванцом, бегающим по крышам и обожающим удить рыбу, а Хинута была прожженной плохой девочкой. Сестре она такой шанс не отдаст. Вечера поэзия, любование последним полнолунием месяца, внутрисемейный турнир по Тадзюцу ты наблюдала за скучными традиционными развлечениями, что устраивали высокому гостю. Что ж, раз он так неравнодушен к древности, так заскучал по ней на своей высокотехнологичной луне, Хината ему покажет маленькое представление из тех, что дает своем попивающим Саки клиентам молоденький Айран. Айран – проститутка самого высокого пошиба, элитарная и не менее утонченная и образованная, чем гейка гейша. Точка. Ее короткие шорты и топ – последний отчаянный крик, чтобы ее заметил Минма. Но Дальтонери такое слишком вульгарно. И недосказанность зачастую бьет поддых, куда сильнее оголенного тела. Стоял декабрь, но, как частенько бывает в Канохе, погода баловала 20-градусным теплом. Таней отдыхал на Ингава, выходящий во внутренний двор Эрик с прудом. Как вдруг ветерок уронил на воду шелковый платочек. Одетая в домашний юката Хинута, с собранными в высокий хвост волосами, чтобы открыть шею, выбежала за улетевшую косынкой. Танири она якобы и не увидела. Поежилась под ветром, размышляя, потом сняла с плеч теплую накидку, аккуратно сложила на землю. Скинула сандалии и чуть попробовала пальчиком ноги в воду подула на ладошки и вошла в пруд с отраженным на глади лунным диском. Тогда луна еще находилась на полагающемся ей месте, светила загадочно, серебристо, красиво подсвечивая нежно девичью кожу. Шажок, еще один. До платка не дотянуться. Полы ката приходилось поднимать все выше и выше, чтобы не замочить. Открылись тонкие щеколадки, погрузились в воду. Идти требовалось медленно, почти танцуя. Подол оказался на уровне колен, пару раз соскользнул ниже, но был бдительно перехвачен рукой. Хината зашла в воду по колени, но платок унесло порывом ветра. Она неспешно подвернула юката. На таком уровне полы расходились, открывая внутреннюю сторону бедер. Еще пару шажков в глубине и еще. Наклониться за платочком, задирая юката так высоко, что никакая ми мини-юбка не сравнится но все-таки еще прикрывая самое главное на пару миллиметров. Ах, есть ли на юной деве исподнее белье? Но зачем же, раз она готовилась ко сну? Потянуться за шелковой тканью, плавающей на поверхности, юката ката на ключицах распахивается, открывая глубокую ложбинку между грудей. Наклониться ниже, тяжелые полукружие дразнище белеет на свету, но самое интересное тонет в тенях. Ай, как же добраться до платка? Рябь снова сносит его, кружит, точно смеясь, вокруг Хинаты. Она медленно поворачивается за платком, спиной к Танири, чтобы не соскользнуть за грань пошлости. Юката едва держится на плечах, норовит сползти, ветер мягко играет с волосами, они ложатся на шею. Сделать еще один скользящий шаг. Подбирая подол, чуть нагнуться, чтобы луна предательски высветила складочки под едва-едва показавшимися на миг аппетитными ягодицами а следом замкнувшаяся вода скрыла все. Платок в руках у прелестницы, и Хинута тихонько выходит из пруда. На утро Танири равнодушно заметит, что наслышан, что наследницей объявлены младшая из сестер, и тогда он не против посвататься к старшей. А Хинута за закрытыми дверьми, предварительно натерев щеки, чтобы покраснели, попросит у отца согласия на брак. Любви нет, но кому она нужна? И есть ли она вообще? Может, дело лишь в дружеской приязни, очарование внешностью, в химии организма. Танеря дивно красив, словно герой сказки или холодный немногословный самурай из сериала, так, может, Хината его и захочет. В Кунохе на свадьбу принято обмениваться клятвами верности в рядаку обручальными кольцами, на луне ячменным печеньем, которое молодожены должны съесть одну на двоих. Танеря и Хината пошли дальше всех сразу после бракосочетания обменялись Биякуганами. Она не ожидала, что вместо брачного ложа угодит на операционный стол. Потом ей пояснили, что у Бьякугана есть одна очень интересная особенность, забытая на земле он может развиться в Тенсейган. Но для этого, как правило, не хватает тех или иных генов, которые можно добрать путем пересадки чужого глазного яблока. Танири, как представитель правящей ветви, сочетал в себе лучшие гены Ацуцуки, но все же Чигату для пробуждения Дадзюцу не хватало, и он намеревался найти недостающие гены на земле. Так поступали раньше. И, как гласили семейные хроники, в качестве обмена Дева с Луны тоже попадали в клан Хьюга. Не случайно время от времени рождались дети с благородным цветом волос платиновым, с голубым отливом оттенком хамуры. Ставка Танири сыграла через пару дней после операции у него начал развиваться Тенсейган. Хината же не получила ничего, кроме того, что пелена с ее глаз спала, и теперь она трезво смотрела на свое положение на чужбине глазами супруга. Она попала из одной золотой клетки в другую, и никого она отныне интересовать не будет. Как только с ее глаз сняли повязку, Танерия получила всю оставшуюся Хинату. После ужина и уточнения самочувствия попросил выпить неизвестную полосатую пилюлю и повел в свои покои и никакого волшебства в том действии не предвиделось. Хинута скорее ощущала, что ее ведут на очередную процедуру, неприятную, но терпимую. Когда Танери вынул шпильки из ее сложной вычурной прически, взял притолины жакет и стал распускать шнуровку на корсете, Хинута лишилась чувств. Не понарошку она могла бы выкинуть такой фортель, если бы планировала, а в заправду. Очнулась на подушках, Танери сидел напротив и смотрел на нее с интересом. Так редко эмоции показывались на его лице. Кровать, слишком большая, с балдахином и высоким резным изголовьем. Блики на сложном приборе на стене помеся хронографа и барометр с хромированным гербом полнолуния и полумесяца, отныне это ее мон. Приглушенный лимонный свет из окна подземное искусственное светило сияло в фазе ночного режима. Хинута осознала ситуацию, покраснела и задрожала. «Пожалуй, на сегодня становимся», Голос Танери завораживал и пугал одновременно. «Нет!» Хината ужаснулась, что ее сочтут неумехой бревном. «Все нормально. Просто я не ожидала, слишком быстро. Значит, продолжим?» Она кивнула, поджимая губы. И вдруг разговорилась, я невинна. Как бутон розы. Что она милит? Что за фраза из дешевых сериалов? Какое мне, однако, досталось сокровище? В ответе Танире нет веры, только насмешка. Он протянул ей руку, неотрывно глядя в глаза. И Хинута не смело вложила свою ладонь. По щелчку мужниных пальцев опустились тяжелые портьеры на окна, и вокруг сгустились тени. В полумраке было не так страшно, но волнительно. Он был нежен, нетороплив, и Хинута -то тонула в неге, расслаблялась, раскрывалась и правда девственница, заметил Танири, сидя на коленях между ее широко разведенных бедер и слезовые с пальцев кровь. Странно для Кунаичи. Странно, что не нашлось достойных. Задыхаясь, пролепетала Хинута и услышала в ответ тихий смех. А затем муж мазнул пальцем по ее щеке. Он взял ее так аккуратно, что никакого дискомфорта не возникло. И Хината и рада была бы отдаться процессу с головой, но что-то ее отвлекало не давала полностью сосредоточиться. То насмотрела, как на хронометре бежит стрелка с подсветкой и как поочередно загораются изображенные вместо цифр созвездия. То вспоминала отрывки из детских стишков. Осаждала себя, сильнее цеплялась за плечи мужа, и жарко целовала линию челюсти, шею, чуть прихватывая зубами. А после она осознала, что значение секса в обществе преувеличено. С переходом этой черты ничего в ее жизни кардинально не поменялось. Разве что объятия и поцелуи она дарила без прежних сомнений, легко и бездумно. Танери был хорош в постели, во всяком случае, ее все устраивало. Она подумывала даже не привязать ли его к себе годным сексом, отметая все свои стеснения и робость и откликаясь на любую авантюру, но не тут-то было. Танери относился к той категории людей, у которых разум превалирует над инстинктами. И Хинота -то с тоской понимала, что вскоре ему наскучит в ее глазах больше нет надобности, а дети, она сама попросила приставленного к ней лекаря подобрать ей противозачаточные, и каково же было ее удивление, когда в итоге ей выписали те самые полосатые пилюли. Вот, значит, как. Нет брака есть фикция. Нет императрицы хинута есть домашняя зверюшка и игрушка в постель. И вот тогда она рассверепела. И всем назло стало из-под медленно вписываться в жизнь на луне где чувствовала себя черной вороной среди белой стаи. Где не знала обычаев, порядков и истории. Она отличалась даже цветом кожи, у нее не было дивного жемчужного загара, что можно получить лишь на луне под светом солнца, отраженного землей. Но это дело наживное. Сперва Хината взяла под контроль особняк со слугами, диковинными механизмами, работающими на пару, электричестве и чакри. Потом стала сопровождать Танере на светских раутах, где считалась всего лишь украшением, дополнением к статусу мужа. Прикидываясь дурочкой, ловила каждое слово, запоминала кланы династии, кто с кем враждовал, кто заключил союзы. Училась читать между строк. Пока не освоилась в столичном городе, удерживаемом силой гравитации у их искусственного светила так называемый Пайпермун, она давала отдельные советы мужу, особенно по поводу земли и того, как ее завоевать, не прибегая к оружию. К Хинати стали прислушиваться. И пока Таней опутывал своей пути на землю, пропадал во дворах Дайме и резиденции Хкаги, она обеспечивала тылы. Держала под контролем лунные города и виси, расположившиеся внутри спутника, на обратной стороне коры. Раньше ей казался безумным вид из окна на перевернутые замки, плывущие в небе дома. Привыкла они не казались ей более иллюстрациями из сказки. Отныне это ее владение угодьи. Кто-то вроде умудренный нацу вспомнил бы поговорку, что если из девочки не получилась принцесса, она становится ведьмой. Другие бы предположили, что она перешла на современные сериалы, с обнаженкой, нецензурной бранью, серой моралью, цинизмом и излишней жестокостью. Вот только времени на сериалы у Хинуты не осталось. Теперь она курировала кума, канаху и мелкие скрытые деревни. На земле ее боялись, на луне терпели, не зная, что ожидать от супруги Тонири, но подозревая, что ей, как первая госпоже, ничего не будет. Власть порой окроплялась кровью, предательством и интригами. Танири был не глуп, очень неуступчив, и вертеть им не получалось. И забалтывать не выходило, он пресекал любые поползновения. Но признавал, что в чем-то хина-то сильнее и иногда сам шел за советом. И в такие минуты она упивалась властью. Она многого добилась, но цель все еще маячила впереди. Ее положению завидовали, не догадываясь, насколько оно шатко. И мало кто знал, что в ее сумочке вместе с карафоном и косметичкой на веки поселился пистолет. Ее палочка благовоний догорела, но и сестрина еще тлела. Хината обернулась к Ханабе, замершей с абсолютно ровной спиной, если бы не ее махинация, эта хана бы стала бы супругой Танири, это в ее руках сосредоточилась бы власть, а может, и совместная жизнь у них сложилась бы счастливее. А отец сломил бы Хинуту, заставил лечь под имбец Ланаджи и рожать наследников. И уже не впервые заскреблось на душе нечто вроде чувства вины. Когда-то она что угодно бы отдала, лишь бы не видеть во взгляде мужа, в ночи над собой, такой же пустой Бьякуган, что каждый день наблюдала в зеркале, что ж, она лицезрит голубое мерцание Тенсигана, но что с того? Раньше ей мечталось о других голубых глазах. И Мато, ответь, ты счастлива. А ты? Серьезно спросил у Ханаби. Ты сама повторяла, что брак это договор. Чистый расчет, и всегда можно устроиться так, чтобы не видеть друг друга. Да уж, мнение я не поменяла. Главное в нашем с тобой положении не влюбляться ни в коем разе. И я это сейчас не про мужей, да и есть ли счастливые семьи на свете. Матушка любила нас, это точно, я смутно помню ее ласковые песни. Но у них с отцом тоже был навязан старейшинами брак, зато они хотя бы друг друга уважали, относились по-дружески. Хотя нет, есть у меня перед глазами пример счастливой семьи. Только один, так что да, похоже, это раритет. Что печально. Но это возможно. Что уже радует. И кто же? Моя наставница Курина и Асума Сарутаби. Сарутаби, тихим эхом повторила Ханаби. На моей памяти они поссорились лишь однажды. У Асумы есть присказка, что в Шинаби обязаны защищать детей, дети — наше будущее. Будущее Мирай. И Сенси Курина решила назвать так дочь. Ее муж поднял бычу, что мало ли какие присказки, дочь будут звать Мирай только через его труп. И в итоге она Сенты. Впрочем, и Мато. Ты же не об этом пришла поговорить? Давай к сути. Помоги найти Хакута. Ханаби вздохнула и обернулась к портрету матери в тонкой дымке Фимема. Сейчас будут торт резать, а именинник нет. Сбежали куда-то с Барута, но Барута особо и не ждут. Она оторвана ломуть, а виновник торжества обязан присутствовать. Я не смогла обнаружить их своими глазами. Может, Бьякуга на Танере видит больше, в ее словах промелькнуло столько беспокойства и затаенной боли, что Хинута нахмурилась. «Ты тревожишься за Барута?» «Оно и понятно, ребенок инвалид — это вечная обуза для родителей». Хинута не знала, оставила бы она сама такого ребенка или предпочла избавиться от него еще в утробе. «Зачем обрекать на несчастье еще одну жизнь?» «Барута сильнее меня», — грустно улыбнулась Ханаби. «Она моя гордость. Я жду того дня, когда отец поймет, как ошибся, отправляй ее в побочную ветвь. Меня больше тревожит Хакута. Тебе, верно, уже нас бледничили. Сын до сих пор не пробудил Бьякуган. Чакра в глазных яблоках течет правильно. Пробуждение Бьякуга на вопрос времени Хинати не хотелось видеть сестру печальной. Она помнила Ханаби беззаботной, и ей не нравилось, как бремя материнства изменило ее. Хотя ему уже десять. Мы пробудили Бьякуган много раньше. Он что же, не проходил мучилку? Кольнули неприятные воспоминания детства. Дадюцо, что Бьякуган, что Шаринган, активируется от стресса. Но если глупая учиха во главу угла ставит стресс, вызванный моральными переживаниями, и никак больше не подстегивает развитие глаз, то хьюга мудрее. Зачем травмировать душу, если можно вызвать стрессовую реакцию организма, лишая его еды, сна, причиняя физическую боль? Как правило, жестких тренировок тадюцу хватало, чтобы к трем годам большинство детей пробуждали биякугом. А тех, кого не пронило, сажали раздетыми в каменный колодец, называемый между собой мучилкой, закрывали плитой, не кормили, обливали водой, а каждые два часа били прутьями по железной плите, чтобы узник не спал. Вытаскивать из колодца никого не приходилось. Биякуган включался как защитная реакция организма в ответ на угнетение, Измененное зрение фиксировало замаскированную дверцу, которую не составлял труда выбить мягкую ладонью. В первые часы, когда Хакута посадили в мучилку, пробормотал у Ханаби, он оставался спокоен. Вокруг холод, темно, вода, шум над головой, а он, зная себе, решал в уме какие-то уравнения. Хоть землетрясение начнись, его бы не пробрало. Он в мучилке даже дремать умудрялся. А когда ему все надоело, рассудил логически, что вода куда-то утекает, и начал простукивать стену и пол. И обнаружил выход. «Да он у тебя гений!» Рассмеялась Хината, но осеклась. Я его неделю лечила в своих покоях. Откармливала и обкладывала грелками. И на испытание болью я его не отдам, так всем и заявила. Да, сестра выбрала защитить сына, потому что пытки это уже запредельный способ пробуждения Дадзюцу. Но если Хакута останется без Биякугана, его рано или поздно спишут в побочную ветвь, а от хана Бельмаджа потребуют нового наследника. Но Хинута терпеть не могла давать ложную надежду, поэтому ограничилась фразой «Я поищу у Хакута». Дождь почти прекратился, оставив после себя мелкую морозь. Даже зонт не понадобился. Восходила суперлуне, и капли на листьях и крышах построек отливали кроваво-красным. Поднявшийся ветер шумел в бамбуковой роще, какая же она стала высокая и густая. Весь земной шар пронизан энергетическими меридианами, и в точках их пересечения Бьякуган сбоит, выдает нечеткую картинку. Такой перекресток находился в глухом уголке за главным домом, у мусорки. Нет, это не Бьяку это не Ревелихинуту, по правде, Дадзюцу не отличалась по характеристикам. Просто она сама частенько туда сбегала, потому знала, где искать. Детей засекло сразу же. Сидели на мусорном баке, свесив ноги и что-то обсуждали. Биакуган видел строение скелетов, мягкие ткани и выцветшие до прозрачной сироты окрестности. Но воображение привычно облекало картинку в краске и плоть. Хакута был одет точно храмовый кануши. Кануши служитель при храме. Синий хакама. Хакама широкие штаны. Белая просторная рубаха. Длинные каштановые волосы собраны в пучок на макушке. В лице присутствовало некое неуловимое отличие, что-то живое, непокорное, не похожее на постный физиономия Хьюга. Барута была крохотной девчушкой немногим выше младшего брата, в коротких штанах, в футболке мужского кроя дутого без рукавки. Пацанка пацанкой. И Хинута вдруг улыбнулась. Как подарок, ништик. Судя по губам, девочка произнесла именно эту фразу. Ништик, Расплылся в улыбке Хакута и прижал к груди увесистую книжку. «Лучше всех!» «А как днюха?» Оторвался с друганами. Матушка и дядя подкинули денежного довольствия «Так что да, после школы отметили в караке с ханами и шикака. Молоток!» «Запомни, что говорил нянюшка Нацу, семью мы не выбираем, миримся с тем, что есть. Но друзья это семья, которую мы можем найти сами». Усек на, как ты выбрала братцыковыки и братцы Шиначку? Призадумался Хакута. Братец Шиначку твой хахаль. А хочешь, я замолвлю словечко перед ханами. Она всех профурси так от братика отваживает, но для тебя сделает исключение. Мелкий ты еще о таком базарить. Дорогие племянники. Нарочит громко произнесла Хинута, выходя из-под синей молодой бамбуковой поросли. Вас в доме заждались. Покрутитесь перед семьей, исполнить обязанности, а когда старики разойдутся спать, можете делать, что вздумается. Барута и Хакута моментально вскочили на ноги, учтиво поклонились со словами. Благодарим за совет, уважаемая тетушка. Заторопились, миновали ее, но Барута все же задержалась, чтобы взглянуть невидящими глазами не в лицо, а куда-то в самое сердце и заявить. Тетушка, а вы ведь тоже бунтарка. И никаких покорностей или вежливости в голосе. Она только играет в правила приличия, чтобы не доставлять хлопот матери. «Гнись, но ну не ломайся», — полголоса посоветовала ей Хината. Дети убежали, а она тихонько направилась за ними вслед. Зная, что и без нее торт разрезать не будут, подождут. Вела ладонью по старым стеблям, которые помнили ее еще ребенком. Вон на том давным-давно, целую жизнь назад, похабник Наджи вырезал кунаем член, да так там рисунок и остался, завывал ветер, сверху лила свет луна, не серебряная, но рубиновая, хотя какая им разница, если на деле она всего лишь клетка, куда упорхнувший хинати пора вернуться. Она вскрыла множество нарушений в официальном представительстве Луны в Канухе. Злоупотребление служебным положением, порочащие связи с жителями скрытого листа, карточные долги Анбу явно не дремали, вербой ненадежных лунян. Алис мимо проворачивал что-то, что закрутилось вокруг его сына, посланного на миссию на восток, где позже случился мощный выброс чакры, а затем туда отправились одна учиха и двое анбу, не иначе, заметать следы. И в довершении ранения младшего Узумуки. Все это явно звенья одной цепи. Но если Хината начнет распутывать веревочку, это ударит по шиначку, а следом бумерангом отразится на Барута. Ведь если у них в самом деле чувства, Убойка химих юга, который старейшины скоро оборвут крылья и упекут в кокон, и лисенка Узумаки, такого же солнечного блондина, как и его отец, сын Минмы. От Сакуры. Сложись все иначе, и этот мальчик мог бы быть от нее, Хината Минма, что переживает за сына. Ханаби, что переживает за детей. И Хинута, что может доставить им проблемы во имя собственной выгоды, она вошла в прихожую, разулась, и начищенный дощатый пол чуть скрипнул под ногами. Рядом обнаружился Ко, вешавший в токанома. Таканома ниша в стене, где ставят подходящие сезону цветы, вешают картины, девизы или стихи и прочим образом декорируют. Свиток с новым стихотворением на завтра. Что-то о слезах Ивах. Распорядись, чтобы готовили геликоптер, бросила ему Хината. Завтра же отбываем на Луну. «Мы не останемся на фестивале фейерверков», — уточнил Ко. «Нет. Я сделала все, что хотела, находиться здесь и дальше не имеет смысла. Есть замечания, недочеты. Я направлю официальные бумаги в Конахский офис. Так что подготовь все к отъезду. Как прикажете, госпожа Асуцуки. Миу соберет ваши вещи. Проконтролируй ее. И обязательно сделай в конце строгий выговор. Придерись к чему-нибудь. Слушаюсь. Химата кивнула и направилась к залу, откуда звучали голоса и так сладко пахло луном. Открыла раздвижную дверь, чуть жмурясь от яркого света. Не опустилась на колени, как положено каждой входящей в комнату женщине в присутствии мужчин. Не уселась за спиной отца, как сидела Ханаби за спиной мужа. Свободно устроилась там, где захотела, оглядела старейшин даже не с вызовом с линцой. И никто не посмел ей слова сказать. Рассвет медленно крался по улицам канухи сквозь завесу влажного тумана. Запоздавший сезон дождей начался. Тихо шумели струя, скатывающиеся с крыши по водостоку за стеной, а у кое тихо пищали показания приборов, отсчитывая ровный пульс. Сакура слушала его всю ночь. Боясь уснуть и пропустить, когда ритмичные звуки превратятся в монотонные, сигнализирующие прекращение сердцебиения. Сама меняла пакет со льдом на ране. Не смыкая глаз смотрела, как сдымается грудь при дыхании, слишком велик был риск бронхоспазма из-за мокроты. Дышит! Жив! Недавние минуты перед стеклянными дверьми, за которыми проходила операция, казались жутким кошмаром, случившимся не с ней. То, что было еще раньше, разговоры о пустяках и ужин с мужем и ханами и вовсе прошлой жизнью. Все резко поменялось, и Сакура пока не представляла, как и со всем этим сосуществовать. Но она и не думала о будущем. Главный сейчас сын. Осунувшийся. Опутанный трубками вздуховода. Побледневший. Где его привычный здоровый румянец. Даже бронзовый загар, полученный на море, потускнел. Рука, которую она гладила, была прохладной, а лоб чересчур теплым. Жар сбили, антибиотик вкололя, но температура не упала до 36, держалась на уровне субфибрильной, субфебрильная 37 до 37,9 градусов. А возможно, это из-за операционного вмешательства. Кто знает? Не каждый день тебе разрезают живот и достают кусок свинца, которого там быть не должно, не имело права. Почему сын сбежал? Как он, Шиноби, умеющий стимулировать иммунитет Чкрой, умудрился подхватить Бранхит? Во что превратил свою праздничную выходную Юката? Когда одежду с остальными вещами вернули Сакуре, окровавленную и разрезанную, она замотала головой и попросила все выбросить. Шиначку это не вязалось от слова совсем. Как она мечтала поменяться с ним местами. Всю боль взяла бы себе, не в первый раз оказываться в госпитале, получать швы на внутренние органы. Она знала, как выкарабкиваться из такого состояния, пережила бы еще раз и инъекции, и капельницы, и катетеры тоже. Лучше она, а шиначику пусть будет здоров, потому что сердце кровью обливается на него смотреть. Боги! Ну, пожалуйста!» К ее молитвам остались глухи. Только дрогнули посиневшие веки сына да затрепетали пушистые светлые, как у отца, ресницы. «Шиначан!» — встрепенулась Акура, шепча его имя почти без звука, голос неожиданно пропал. «Шина!» — наверное, ей показалось. Сын спал, тогда она нагнулась, поцеловала сухой теплый лоб, пригладил волосы, чуть влажные на висках и под челкой. «Держись, сынок, ты сильный, ты справишься». «Сакура», — донесся оклик, а потом на плечо легко знакомая рука с вышивкой на манжете. «Герпучха». «Сакура, давай я тебя сменю». «Нет», — покачала она головой. «Не надо, я сама. Хоть кофе выпей. И ответь на звонок, у тебя карафон разрывается». Проветрись пять минут, мужа повидай, он там спит на диване в хирургическом отделении. Двое пациентов уже интересовались, чего это в коридоре валяется сам Хакаги. Ладно, согласилась Сакура. Пять минуточек побудь с Шиначику. Я сейчас вернусь. Ноги стали совсем ватными. И никак не получалось согреться, Сакура знобила, по рукам бегали мурашки. Это нервное, она тихонько проскользнула в ординаторскую, стараясь не смотреть дальше по коридору, где спал Минма. Сразу услышала тихий перезвон своего шкафчика. Достала джутовую сумку, поневоле улыбнулась имени, высветившимся на экране. Мэгги, да, Мэгги Тян, она прижала карафон к уху плечом, пытаясь застегнуть заевший замок на сумке. Сакура. Шеф. Как же приятно слышать это обращение из детства. Сразу становится легче на душе, вот только повод печальный. Прости, если отвлекаю. Ты можешь говорить? Как там Шиначко? Операция прошла успешно, он еще не отошел от наркоза. Состояние стабильно тяжело и... Выкарабкается. Кровь Узумаки сильная, на них все заживает, как на... Э, э мигом. Вечная оптимистка. Рыжая веснушка. Все детство проходившее за Сакурой хвостиком, мечтающая стать такой, как ее кумир. В медицинских техниках Мэгги оказалась не сильна, зато Тадзю Цуцунаде сама освоила едва ли не лучше, чем сама Сакура. Сейчас забавная веснушка расцвела в спецджанина, но с Сакурой до сих пор очень дружила. И в Шиначику и Хана души не чаяла, а они называли ее старшей сестрой и перенимали коронные удары. Эта преемственность грела сердце. «Прости, Мэгги я тебе потом обязательно все расскажу», Прогнозы в нашей врачебной среде делать не принято, мы люди суеверные. Но все, что нужно, все зашили, срастили. У него острый бронхит. Ума не приложу, на фоне чего развился, но это тоже лечится. Спасибо тебе за беспокойство. И откуда ты узнала? Ну, шеф, земля слухами помнится. Ни свет ни заря позвонила Барута, думала, что мне что-то известно. А Барута узнала от Квыки. А Квыке. От матери, перебила Сакура. Скажи ребятам, чтобы больше не трепались. Не надо пока. Хорошо. Держись. Если понадобится моя помощь, спасибо. Обязательно. Хлопнула входная дверь. Сакура. Она сбросила звонок, не дыша обернулась. Сакура, пойдем скорее, шиначек очнулся. В реанимационную палату она не вбежала, влетела, на ходу натягивая на нос маску. Кинулась к сыну проклиная себя за то, что ушла. Он же напугался, наверное, очнувшись в незнакомом месте, без матери рядом. Шинайчику смотрел мутными глазами безо всякого выражения. И тщетно пытался улыбнуться натертым от воздуховода уголком губ. Выходило фальшиво. Шиначан! Горячо зашептала Сакура, хватая безвольную ладошку. Шиначан, как ты? Я рядом, я с тобой. Ну, скажешь что-нибудь? Я не знаю. Прохрипел сын. Тошнит. Пить хочешь? Нет, он устало прикрыл глаза. Простите, мы знакомы. Я не помню, я, а я кто. Продолжение следует.